цветок, что вырос вдалеке. Это же должна была быть простая ми миссия. Боже. Сенсей снова опаздывает. Недовольно фыркнул Наруто, подпирая себя локтями. Товарищи по команде лишь понимающе вздохнули. Это действительно раздражало, каждый раз вот так вот ждать наставника, да и еще под палящим солнцем. Почему он заставляет нас ждать? Хару нахмурилась, но высказать свое недовольство она не решилась не рядом с Саски Куном. Кунаичи часто так себя вела, когда находилась в компании этого генина. С одной стороны, она хотела стать более открытой перед парнем, но с другой страх, что он решит, что она такая же, как Наруто не позволял этого сделать. Порой она чувствовала себя загнанной в угол из этого. Не часто, но все же. Хатаки, наконец-то, явился на место сбора и привычно выслушав претензии в свою сторону взял слово. Сегодня мы должны доставить несколько свитков в скрытое облака. облако. Опять как эта ерунда, как в прошлый раз. Совершено без энтузиазма пробормотал Зумуки. Все миссии важны, Наруто. Торопливо проговорила зеленоглазая, хоть и была с ним согласна. На экзамене, они все неплохо себя проявили, но им все так же дают низкоранговые задания. После нападения на деревню, мы должны сделать все, чтобы остальные нации не решили развязать с нами войну помимо нас, другие команды пойдут в камень и туман. Спокойно пояснил положение дел наставник. Эта миссия важнее, чем может показаться на первый взгляд. Тогда почему на нее отправляют генинов? Сакура спрятал руки за спину, чем напомнила Кукаши свою напарницу Рин. Так Канаха показывает, что не имеет враждебных намерений. Выдвигаемся. Интересно, почему никто не отправился в песок? Или с ними мы уже успели договориться? Кунаичи старалась не отставать от остальных. Граница с облаком уже скоро, но Хатаки принял решение о привале с ночевкой. Какими сильными и упертыми порой не были мальчишки, но им свойственно порой забывать, что не только они вдвоем в команде. А из-за своей симпатии к юному Чихи, Сакура ни за что бы не сказала, что устала. Они очень похожи на нас, да, обито. С легкой грустью вспомнил былые времена Джоунин, наблюдая за подопечными. В отличие от мальчишек Сакура ловко воспользовалась их очередной перепалкой и уже успела улечься отдыхать. Их взгляды с Какаши встретились, она улыбнулась, а тот и добрительно кивнул. «Эй, парни, вам не кажется, что вам пора угомониться?» Весьма монотонно проговорил он, указывая на уже спящую Кунаичи. Те как воду в рот набрали. И если Саски принял свой обычно спокойный вид, то Наруто, все еще продолжал возмущаться. Но мы так и не решили, кто будет дежурерить. Пробубнил он со сложенными на груди руками. Да у гуманисты уже, у сорока тыкача. Твердо шикнул на него Чиха, пока укладывался недалеко от девушки. Наруто победно улыбнулся. Как и ожидал Хатаки, под утро Наруто начал клевать носом и дремать. Но он прекрасно понимал, что как бы тот ни был силен, Наруто все еще ребенок. И ему нужен сон. Через пару минут он понял, что теперь они уже не одни на этой поляне и решил, что справится сам. Вот только гостей было немало, к несчастью, они тоже были шиноби. Джонни нагадил в самую обыкновенную ловушку, о которых еще днем предупреждал своих учеников. Он хотел было вернуться назад, но тут же был окружен. Завязался бой. Надеюсь, Наруто не слишком крепко уснул, весьма спокойно пронеслось в его голове, пока он отбивал атаку кунаем. Он видел суть дел. Эти должны были его отвлечь и задержать, пока другие беспрепятственно заберут свитки. Знал бы тогда Кукаши, как он ошибался. Еще несколько шиноби ступников напали на сам лагерь, но Наруто услышал их еще на подходе. Сенсей! Достаточно громко крикнул он, чтобы разбудить и Саски. Тот же среагировал моментально, несмотря на сонное состояние. Между парнями и врагами также начался жаркий бой. Но в какой-то момент неприятели прекратили нападать и отправились на попятную. Вот и! Правильно! Валите, пока целый! крикнул им вслед Наруто, грозно махая кулаком. Какаши успешно вернулся. Переглянувшись с Саски, они сошлись на том, что что-то не так. Но когда Учиха залез в сумку, он демонстративно достал свитки, показывая, что они на месте. Ха! Смотрите, Какаши Сенси, мы справились. — гордо проговорил Наруто, широко улыбаясь. «Это странно, что они так просто отступили». Брюнет посмотрел вслед за нападавшими. «Если им были нужны не свитки, тогда что?» Наруто, наконец, понял правильную ситуацию. «А где Сакура?» Хатаки осмотрелся и понял, что ученица пропала. Всего лишь хилая девчонка. Перед Какаши встал непростой выбор задания. От выполнения которого зависела судьба деревни или же жизнь и безопасность его единственной ученицы Кунаичи. Однажды он уже сделал неверный выбор и дорого за него заплатил. «На черт нам эта девка! От нее прокута!» Возмутился Брюнет среднего роста, но весьма плотной фигурой. «Да. Даже парнишки, и те были бы лучше!» Подхватил другой, что нагнал компанию. Он весьма бодро поддержал крепыша. «А ну-ка заткнулись!» я и без вас все это дерьмо знаю. Заказ был на девку, девку мы и доставим. Не слишком эмоционально заговорил, тот, что шел в центре и заодно нес Сакуру. Очевидно, он был здесь главным. А если, когда что-то не устраивает, тогда, он может валить на хер. Обладатель Иракеза грозно бросил взгляд на зачинщика ненужного ему разговора. Тот сразу смекнул, что в его положении, он маловероятно сможет нормально существовать без поддержки. Второй же так и вовсе старался не отсвечивать. Наша задача сейчас оторваться от выродков их канохи и быстрее пересечь границу. А до тех пор, нам нужно следить, чтобы эта соплячка была без сознания как можно дольше. Да что она нам сделает? Тихонько поинтересовался и третий, что стало последней каплей в терпении не слишком спокойного лидера. Перескочив на очередную ветку, тот дождался, когда и рыжий нагонит его. Как только это произошло, мужчина с ирокезом хорошенько вдарил тому ногой, да так, что бедолага пробил с собой поверхностные слои дерева. Господи, ну почему меня окружают одни идиоты? Устало проговорил он сам себе. Быстро подняли его и вперед. У нас есть в данный момент три варианта. Первый ⁇ мы разделяемся, и вы идете на поиски, а я по окончанию миссии начинаю помогать вам. Второй ⁇ мы все идем на поиски сакуры. Третий мы запрашиваем подкрепление из Канохи и уже с ними решаем, что делать. Да о чем тут думать? Мы все должны пойти на поиски Сакурочин. В голосе Наруто прослеживалось не только возмущение, но уже и злость. Вы же сами учили, что нельзя бросать товарища в беде. Он был вылитым обито. И Хатаки понимал, что он прав. Спасение Сакура сейчас может стоить миру в деревне. Но Наруто не дал Саске закончить. Он резко схватил его за шиворот и притянул к себе. «Что ты сказал?» Узумаки решил, что друг решил ее бросить. И это с тем условием, что она безумно влюблена в него. «Подожди, Наруто!» Какаши встал между ними. Светловолосый понял, что это еще не все. «Нам нужно разделиться. Мы с тобой пойдем за Сакурой, а Какаши отнесет свитки. Почему не наоборот, раз уж это так важно?» Нахохлился блондин потому что если сыток принесем мы, то облако решит, что деревня не относится к ним серьезно, у Танкача. Как же тупость Блондина сейчас без Чиху. И с каким же удовольствием он сейчас ему вмазал, но, увы, ситуации не позволяет. Хорошо, тогда решено. Разделяемся. Мгновение Хатаки поторопился в сторону облака, а Наруто и Саски за похитителями. Все же копирующий Ниндзя понимал, что вдвоем мальчишкам придется не сладко. Что такое кукаши? Пакун внимательно выслушал Шиноби, после чего побежал за подкреплением. Справимся ли мы с таким количеством? Враги, очевидно, Шиноби отступники рангом Чунин не ниже. -ни 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 Нам нужна стратегия. Саски посмотрел на Наруто. Этот нетерпеливый балбес может все испортить. Такеши, за нами хвост. Тот в ответ лишь цокнул языком и добавил ходу. Если это тот белобрысый, то придется разбираться с ним самим. А этого бы не хотелось. Эти бараны за собой проследить не в силах, не то, что за девчонкой. Рё, Набу. Задержитесь и узнайте, кто привязался к нам. Доверился он, более-менее толковым подчиненным. Те послушно остановились и скрылись в листве. И не лезьте на рожон, Подчиненные Такеши достаточно оперативно устроили засаду и стали ожидать гостей, там, где их не было видно. Что? Всего лишь мальчишки. А где их Джоунян? Настороженно подумал Кореглазый, аккуратно оглядевшись по сторонам. Саски заметил растяжку на земле, перескочив через нее, уже хотел было сказать о ней Наруто, но тот все же не был так осторожен и задел, то, что было и на дереве. В юного шиноби полетели отравленные иглы. Черт возьми! Выругался Учха. Он обернулся на друга и в этот момент на него самого напали. Враг держал уже воткнутую в шею иглу. Это просто снотворное, малыш. Да этот мужчина был отступником. Да, он не раз убивал. Но не детей. Эр не видел в этом смысла. Сознание Саски медленно затухало, а тело вовсе перестало ему подчиняться, Учиха видел, что его друг уже лежит без сознания и поэтому еще сильнее старался сопротивляться яду. «Ты слишком мягок с ними. Смотри, чтобы тебе самому потом это не вышло боком». Самодовольно проговорил Ному. Он уже подошел к Блондину и не собирался с ним так же миндальничать. «Это мое дело. А ты, что, настолько слаб, что только детей и убиваешь?» и остановился. «Что ты там вякнул?» то, что у нас есть олов покрупнее. Этот парнишка один из учих. Да ты гонишь. Серьезно? Мы же разбогатеем. Обрадовался тот, вовсе забыв про узумуки. Отнесем его лидеру, пусть сам решит, что с ним дальше делать. Твердо проговорил Рю, желая, уже двинуться к точке сбора. А вот его товарищ был явно недоволен таки раскладом дел. Хочешь пойти против Такеши? Нет. Насколько алчным не был Набо, но против лидера, но не пойдет. Он боится его. Отступники оставили Наруто в одиночестве. Девчонка просыпается. Такеши вспомнил, что у него самого нет ни одной иглы. Он остановился. Тогда старым способом. Мужчина обхватил шею девочки и большими пальцами перекрыл сонные артерии. Такая дохлая. Возможно, Вана бы был прав. Она подохнет там на точке сбора на территории тумана. К небольшому и весьма ветхому строению на краю опушки приближались трое. Ну, вы и тормоза, скажу я вам. Ванна выглядит уже в с их последней встречи. И это что? Тот мальчишка? Удивился отступник. Хотя от собеседников не укрылось, что в голосе были нотки страха. А ты что, сам не видишь? Весьма грубо ответил Набу. Его всегда бесили подобные вопросы где лидер? И остальные. Он отошел, сказал, что скоро вернется. А ребята отправились за другими. У Рю были кое-какие предположения, куда тот мог пойти. А также ему было о чем с ним поговорить с глаза на глаз. Поэтому он хорошенько связал Саски и посадил Генина на видное место. Присмотрите за ним. Я сейчас приду. Попросил он и вышел. Остальные двое не стали что-то на это отвечать. Какая мне разница одна или двое, пока они спят? Наруто. Эй! Очнись! Но, сколько бы Шикамару не пытался расшевелить друга всей бесталку. Тире прекрати Шикамару. Похоже, он отравлен. Нам нужно поспешить в Канаху. Здесь я ничем не смогу ему помочь. Напарники и накивнули. Нару усадил Бландина на спину, и команда поспешила назад. Как там остальные? Нашли уже Сакуру и Саскику, нахоть Лейна Сакура и была соперницей, но она все равно считала ее подругой. Близкой подругой. Как бы она хотела пойти на поиски дальше, но она единственная понимала, насколько на самом деле могут быть серьезные ранения у блондина. Но что ее и Шикамару удивило это то, что оружие, которым оставили раны, было забрано. Дыхание Наруто стало учащаться, а сам он заметно побледнел. Я хоть и только начал обучение у Цунадисамы, но уже понимаю, что дело плохо. Нам нужно поторопиться еще сильнее. Она добавила шаг. Черт возьми, да где они там? Мы уже давно должны были быть в городе. У тебя что, не Что истеришь как принцесса? Набу просто не мог не пошутить на эту тему. Да пошел ты нахер. Кто ты такой, чтобы меня так называть? И разумеется, это дало результат ванна бы был просто в ярости но на бой это лишь смешила всегда уж явно не принцесс ладно ладно не кипятись пойду посмотрю что снаружи а ты не знаю подрачи что ли пока решил таки он добить его Мудила. он не пожалел швырнуть банку пива но его глаза попала сокора ванна бы открыл еще одну банку и смачно отхлебнул от нее двинулся в сторону харуна наблюдая за тем как оно безропотно спит Отступник жадно облизнул свои губы. Очевидно, что ничего хорошего для девочки на тот момент в его голову не пришло. Сакура очнулась от странного ощущения у себя на шее. Что это? Мокрая, тенит кожу. Губы. Ее кто-то бесцеремонно целует. И этот кто-то начал спускаться ниже. Нет. Прекрати. Ее попытки хоть как сопротивляться происходящему были четны. Тело не слушалось. Она словно в тугом ватном рулоне, как не старайся не двигаться. Не трогай меня. Голос было чуть слышно. Она словно снова в том кошмаре, где Наруто и Саски пожирает огромные змеи, вот только сейчас все наяву. О! Так ты, наконец, разлепила зенки. Тогда сейчас повеселимся. Его руки начали нагло блуждать по девичьему телу, отчего Сакурта испытывала невероятное отвращение к этому незнакомцу. К этому месту, и к себе, за то, что не может сделать с этим ничего. Он достал из кармана куны. Нет. Не трогай меня. Не надо. Зеленоглазая, понимала, что так она его не остановит, но это, это лучше, чем просто молча страдать. Может быть, кто-то услышит ее. Услышит и остановит все это. Ванна бы поднес куны к платью и разрезал его, оголяя ее грудь. Нет. 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 А то ужаса Харуна больше не смогла смотреть на происходящее. Она изо всех сил зажмурилась. Из-за ее истошных криков проснулся и другой пленник. Саски настолько был в шоке от происходящего, что, наверное, даже не моргал. Но шок достаточно быстро сменился гневом. А я ей, Ванба, бы. Я, конечно, знал, что ты кончиной, но чтобы настолько, это звучало бы как голос спасения, если бы не одно но. Он уже срубил голову мужчины и по факту разговаривал уже с трупом. И на кой черт Сакур дернул открыть глаза. Прямо перед ней голова отлетела от туловища, а кровь, что хлынула из шеи убиенного, шквалом брызнула в нее. Ты уж прости. Найти хорошие кадры та еще задачка, знаешь ли. А теперь тебе пары баньки. Но Кунайчи не слышал его, она была полностью ошарашена от еще большего ужаса. Что он собирался сделать? Убить ее, Прямо здесь? Зачем? Зачем тогда изначально было ее похищать? Его пальцы вновь коснулись ее шеи. Она начала хоть как-то пытаться рыпаться. Руки, что наконец ожили, были слишком слабы, чтобы хоть как-то облегчить его хватку. Да не дергайся ты! Брюни дал ей хорошую пощечину, но это не помогло. Девочка судорожно бегала глазами вокруг себя в поисках хоть чего-то, чего то, что могло помочь. Розовый волоса чувствовала, как теряет сознание, и она увидела его. Саски-кун. Одними губами проговорила она, не до конца понимая, правду это он или ей только кажется. Она все же закрыла глаза. Вот и славненько. Лидер решил посмотреть, кому это обращалось девчушку. А ты как тут оказался? А, кажется, припоминаю, мне что-то о тебе и говорил. Он медленно начал подходить к брюнету, нарочно качаясь из стороны в сторону. «Видишь ли, маленький чиха, как бы мне не хотелось получить деньжат из тебя, но у меня уже есть заказ». Было непонятно, расстроен он на самом деле, или же это всего лишь его игра. «Тире так что тебе, наверное, придется помереть здесь». «Двигайся. Двинься хоть чуть-чуть. Ну, пожалуйста». Молила Сакура свое тело. Ей сейчас это было настолько необходимо, что она прокусила себе губу. И это помогло. Она смогла встать и взять в мачете, что лежал буквально у ее ног. Не трогай его. Теперь она ясно видела, что Саски действительно здесь, и что он нуждается в ее помощи. Бандит обернулся на возглас и его губы растянулись в ухмылке. И что дальше? Посмотри на себя. Ты маленькая дохлая девка под транквилизаторами, что ты мне сделаешь? даже с этим ножиком у тебя нет шансов. Как ни прискорбно, но и сама Харуна прекрасно понимала это. Она надеялась отвлечь врага, дать Саске время, чтобы тот смог освободиться. Вот только ничего не произошло. Тогда в голову пришел другой план. Девочка наставила оружие на себя. «Я знаю, что нужна тебе живой и невредимый. Не трогай его. Или я убью себя. Несмотря на угрозы». Лидер просто уперся локтем об голову Учихи в ожидании показной скуки. «А кишка-то у тебя не тонка?» Выпросил он с издевкой. «Сакура, остановись! Не смей!» Потребовал Учиха, совершенно не понимая, как все могло вылиться в это. Она надавила. Несмотря на то, что из ее раны хлынула кровь, на лице девушки не было и намека на сомнение. Ее решительность сейчас одновременно удивляла и пугала юного Учиху насколько далеко она может ради него зайти. Ее уверенностью был поражен и Такеша. Надо же. А у тебя яйца побольше, чем у большинства моих улыхов. Знаешь, тебе стоит поблагодарить ее за это. Не каждый человек готов пойти на такое, ради кого-то. Обратился он уже к Саске. Ну же. Тебя родители не учили быть благодарным. Неожиданно прокричал он. Извини, извини. Давай сначала. Просто скажи ей. Спасибо. Спасибо. Он был в ужасе. Саски просто не понимал, почему Сакура так поступила. Значит, все это были не просто слова, не просто взгляды и то, как она ухаживала за ним. Она прямо сейчас отказалась совершенно от всего ради него. Сакура. Не надо. Его голос непривычно трясся. Как же давно ему уже не было так страшно. Мгновение и похититель уже находился за спиной девочки удар то безвольно падает. Мужчины ловят ее рукой. Хорошенько запомни этот момент, маленький учха. Обычно друзья только и делают, что предают и обманывают. Но тебе повезло. Запомни этот момент, потому что она вряд ли об этом потом вспомнит. Конечно, если не сдохнешь здесь. И Саски остался один. Она медик. Когда Хатаки возвращался, его перехватил Пакун. Ниндзя переглянулись, и Джанин понял, что дело плохи. Мы нашли Наруто недалеко от границы. Он лежал на дереве без сознания, предположительно мальчонка отравлен. Команда 10 госпитализирует его в Канаху. Пакун внезапно остановился. Какаши не стал задавать каких-либо вопросов, он знал, что лучше его не отвлекать. Сюда. Резко проговорил он и сменил направление. Негустой лес закончился, ниндзя вышли на равнину, Собака бежала достаточно быстро, что было не просто для него из-за физиологии. Но Хатаки все так же молчал. Через некоторое время они вышли на дом. Маленькое, всеми давно заброшенное здание, хотя посещали его достаточно часто. Как так вышло, что оно стало прибежищем для разного криминального сегмента, непонятно. Оттуда слышал из возня, кто-то явно пытался выбраться. Какаши зашел первым. Какаши. Сакура. Он вколол ей что-то. И, и... Саски сам не понял, как его язык начал снова заплетаться, а его самого со страшной силой тянуть в сон. В этот раз он не смог так же долго сопротивляться и практически сразу потерял сознание. Наверное, виной было то, что рядом был более опытный Шиноби. Он нагонит. Он вернется к Уру. Дело плохи, какаши. Теперь Пакун был спокоен. Он нашел то, что искал. Он также отравлен, но в меньших дозах, чем Наруто. А Сакура? Настороженно вопросил Сенсей. Ответом было мотание морты. Покун не смог напасть на след девочки. Похоже, нам придется вернуться. Он явно не был рад такому повороту событий. Командир чувствовал, что бросает Кунаичи одну в беде. Что придает ее. Но у Хатаки было на это две причины. У него на руках уже был отравленный Саски. Неизвестно, сколько его организм сможет еще сопротивляться яду. И сколько в нем был яд до этого. Джоунин не имел прав на какую-либо деятельность в стране молнии без согласования с Райкаги. Отношения с облаком и так всегда были напряженными, а сейчас и вовсе были близки к военным. Благо мужчина хороший парламентер. Он смог настроить Каги на нейтральный листу лад. Шиноби уже думал, что он скажет парням, когда те придут в себя. Как оправдает свое решение перед ними. И если Саски, возможно, поймет, то Наруто. Наруто наверняка, как только все узнает, будет порываться на поиски напарницы. Не захочет оставлять ее. Бросать непонятно с кем и где. Да и учха, наверняка заразится этой мыслью. Что не говори, но Харуна была дорога и ему. И как бы он и прикрывался своей маской безразличий, но Какаши видел, как дела обстоят на самом деле. Что? Какого черта девчонка ранена? Рыб был в ярости от такой новости. А посланник, что передал ее, сделал несколько шагов назад, опасаясь его гнева. «Господин!» Постарался успокоить он того. «Ничего не поделаешь. Ведите ее в санчасть». Хозяин этого места все же понимал, что выбора у него особо не было. Слуга поклонился и поспешил кинуть его кабинет. Девочка с трудом смогла прийти в себя, ее все продолжало не сильно потряхивать, а зрение все никак не могло сфокусироваться на помещении еще несколько минут. Хотя в таком полумраке особо и не на что было смотреть. Небольшой шкафчик у дальней стены, дверь, тумбочка у кровати и сама собственно кровать. Вот и все, что было в этой, давно нуждающейся в ремонте комнатушке. Ее осенило далеко не сразу и все же. А где окна? Хоть одно, только потом она обратила внимание на вытяжку, что была на стене чуть правее нее. «Условия тут, конечно. Стоп. А откуда ей знать, что тут что-то не так? Сакура начала припоминать. Но, увы. Какие-то отдаленные кадры, не связанные события, но ничего толкового. Она тяжко выдохнула и встала с кровати. Сакуре понадобилось время, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Она вышла. Всем новичкам. Собрались. «Сейчас я вам покажу, где вы будете жить, и какой у вас будет распорядок дня». Как же он устал говорить и делать одно и то же. Кайбл лучше на арене огребал каждый день, но никогда бы не возвращался к этой работе. Хотя конечно он понимал, что такого слабака как он никогда туда не пустит. Группа собралась и они пошагали. «Здесь вы будете спать». Парень открыл одну из многочисленных дверей в этом достаточно длинном и темном коридоре. Сама же комната была абсолютно пуста. Стены и пол. Но здесь же ничего. Нет. И что? Мы все будем летиться в этой комнатушке. Достаточно сильно возмутился юноша, стоящий рядом с Сакурой. Он был выше и старше, ее, но почему-то глядя на его лицо, зеленоглаза, казалось, что он глуповат. Разумеется, нет. Сейчас жители этой комнаты тренируются. Вы будете жить вместе с ними. Экскурсоводу было совершенно все равно на тон вопроса. А хочешь большего заработай победами в боях? Он уже предвидел очередную волну возмущения, поэтому поспешил ее опередить. Сакуре было непросто сосредоточиться на его словах. Ее рана ныла, не давая ей передохнуть. Когда остальные пошли дальше, она становилась с желанием собраться с силами. Что не говори, а выглядела она неважно, с ее лба начали стекать собравшиеся капли пота, щеки покрылись нездоровым румянцем, а тело принялось трястись. Девочка облокотилась на стену. Она знала, что виной всему этому чертова рана. Непонятно, откуда, но она знала. Не отдавая себе отчет, Харна поднесла к ней руку, сосредоточив чакру, принялась лечить себя. Из одной из соседних дверей вышел парень постарше, чем был экскурсовод, но моложе, чем тот, которого она увидела перед собой, когда проснулась. Эй, что с тобой? Но когда тот увидел медицинское джунцу, блондин тут же сорвался с места и побежал докладывать. Господин, девчонка, он ворвался без стука, чтобы категорически запрещено. Ры поднял на него свой гневный взгляд. Если ты сейчас не скажешь действительно что-то важное, я убью тебя. Он не кричал, ему не нужно было этого делать грозный и тихий голос обычно действовал куда эффективнее. Она медик, но парень был уверен, что это важно. Медик? удивленная и радостно вскрикнул он. Ры собрал достаточно сильных и выносливых бойцов на зависть всем остальным в этом бизнесе. Но стоило получить им серьезную рану, как хозяин ничем не мог помочь. Да, была так называемая санчасти первую помощь, там могли оказать, а вот с чем-то серьезным, увы. Немедленно оказать ей мед помощь. Поднялся он со своего места. Его голос все же сорвался на крик. Но. Начал, было блондин, понимая положение дел. Да сделайте хоть что-нибудь. Мы не должны ее потерять. Наконец-то медик. Да соплячка еще. Да неопытная. Но все это лишь вопрос времени. Да. Он тут же исчез, понимая, что это и в его интересах. Сакура была на том же месте, где он ее и оставил. Вот только сейчас девочка уже сидела на полу. «Эй! Ты меня слышишь?» Блондин присел рядом. Потрогав ее лоб, все встало на свои места. «МММ! Не трогай!» Последовал крайне вялый ответ через некоторое время. «Не переживай! Я помогу тебе!» Его голос был спокоен, мягок. Он славно обволакивал девочку и успокаивал. Зеленоглазая поняла, что начинает дремать. Помощь Сакури, конечно, была оказана, но вот ее эффективность была под большим вопросом. Хотя бы жар спал. «Как ты себя чувствуешь, Ханаун? Спросил медик, когда заметил, что та пришла в себя. «Ханаэн. Она вроде понимала, что имя вроде не ее. А может и ее. А эта странная путаница в голове, просто из-за наркоза?» «Но как она вообще попала на операционный стол? Что случилось?» «Ханаун! Ты наконец-то вернулась!» «Зашел к Нирой! Ты хорошо поработала в Канухе!» «Данные, что ты собрала, нам очень помогли!» «Поработала? Данные? Ну да!» «Наверное, там меня и ранили девочка все сильнее начинала верить, что она и вправду из этих мест!» «Твоя комната готова! Так что не переживай за это и спокойно поправляйся!» Глава покинул ее вместе с медиком. Похоже, она не доставит проблем. Но все равно присматривай за ней. Приказал тот. Медик отдал честь и пошел за лекарством для Кунаичи. Я поставлю тебе обезболивающее, чтобы тебе было проще уснуть. Проинформировал девочку врач, чтобы та не сопротивлялась. Конечно, это не было обезболивающим. Именно из-за этой вакцины у нее и была такая путаница в голове. Если бы она об этом знала, то вряд ли бы была так спокойна. В Кунохе. Наруто смог превзойти даже самые смелые предположения Цунади. Он пришел в себя через день после прибытия домой. Хотя блондин и чувствовал себя неважно. По телу еще гуляла слабость, кости неприятно ломила, но Узумаки знал, как с этим бороться. А вот с Саски дела обстояли совершенно иначе. Учихи все никак не могли сбить температуру, и медики просто разводили руками в догадках снотворная имела в своем составе яд, и врачи быстро нашли противоядие, но, несмотря на это, брюнета все так, лихорадила Цунадип предположила, что все дело в печати, которой, так щедро наградил Саски Арчимару, но точных подтверждений этому не было. «Я, я смотрю тебе уже лучше». К зеленоглазой зашел один из медиков. Она кивнула. Несмотря на свою неразбериху в голове, Кунаича отчетливо ощущала себя частью этого места. Она уже пару раз покидала свою палату и пока прогуливалась, находила подтверждение этому. Так тренировки в Академии Канохи подменились местными. Третий этап экзамена на местные бой без правил. И для Наруто с Саски нашлась замена здесь. Она не видела ничего странного в том, оба парни прилично старше ее. Даже человек, что сейчас стоял перед ней был также не тем, кого она считала. Она не была его ученицей. Кроме того, он вряд ли смог бы действительно ее хоть чему-то научить, чтобы не вызвать подозрений. Что ж, тебе пора вылезать из кровати и заняться делом. Он нахмурил брови и сложил руки на груди. У нас много работы после общего слета, что это за слет Сакура не знала, но, то как изменилось поведение мужчины, понимала, что вряд ли это что-то хорошее. Она поднялась достаточно шустро и также шустро последовала за медиком в соседний кабинет. Его шаги были тяжелые, увесистые. Он явно не горел желанием идти туда, куда шел. Ее же напротив легкие, Харна просто пока не знала, что ее ждет. «Странно, что ты решила пойти в таком виде». Мужчина обернулся на нее. Сухо и устало отозвался его голос. «Вы же сами сказали, что нам нужно поторопиться». Ее же голос был полон энтузиазма и уверенности. Этот огонек в ее глазах. Интересно, надолго ли его хватит? Он ухмыльнулся своей же мысли. Когда дверь перед девочкой распахнулась, она встала, как вкопанная, не в силах сойти с места. Парни, девушки, мужчины и женщины. Многие изувечены, кто-то словно и вовсе побывал в Адоль жал без рук и ног. Кому-то повезло больше, их просто ранили. Хотя с какой стороны посмотреть? Харуна внимательно смотрела на каждого и после пары мгновений, оценив ситуацию и свои силы, она начала действовать. Ты, наконец, пришел в себя, Саски. Наруто был рад, но все же, но выглядел подавленным. Учиха сразу подметил это. Да! ответил он. Его взгляд упал на прикроватную тумбочку, и, не увидев ни яблок, ни второго цветка, он понял, в чем дело. Где Сакура? Его голос был тихий. С хрипотой, но оттого казался более зловещим. Узумаки заметно погрустнел. Наруто. Поведение блондина лишь еще сильнее указывало на него провалы, и тем бесило его. Сейчас он злился не на Наруто, нет. На кукаши. И. Да и нет! На себя. Однозначно, да. Если бы он был сильнее и внимательнее, он бы не попал в ту ловушку, и этого болтаса смог бы предупредить. Он бы смог выбраться вместе с Сакурой и вернуться с ней домой. Ей уж точно не пришлось шантажировать Кагото собственной жизнью. Он припомнил все, что произошло в том доме. Мурашки побежали по его спине и без того светлая кожа побледнела еще сильнее. А кого ей? Где она сейчас? Жива ли? У него не было ответа ни на один из его вопросов. Мы обязаны найти и вернуть ее, Саски. Наруто был непривычно для себя серьезен. Так что поправляйся скорей. Шина без деревни скрытого песка. Мы должны заставить ее улучшить свою технику. Она должна понимать, что жизнь каждого из присутствующих в ее руках и что отвечать она будет также за каждого. Спокойно преподнес свои мысли глава. Но как нам это делать? В вот он ему вопросил медик. Взгляд более молодого из присутствующих упал на катану, что тихонько стояла в углу уже не первый год. Устроим несколько диверсий. Тот, что был старше, кивнул. Но чтобы без излишеств. Мне не нужны трупы. Строго добавил он. Врач пошел притворять план к действиям. Конечно, подстроить несколько несчастных случаев не было проблемой. Ребята и сами то и дело умудрились ранить себя во время тренировок, но это все было не то. Все эти травмы были пустяковыми, и даже самый начинающий медик смог бы с ними легко справиться, так девчонка не сможет развиться и не станет хорошим медиком. Хотя с какой-то стороны Утаката и опасался, что она станет для него заменой. Познай как, Рыда медиками, он был уверен, что для него всегда найдется работа. Но вопрос остался открытым, как устроить диверсию. Он неторопливо шагал, вглядываясь в местность на предмет возможного саботажа. На его глаза попалась пара таких мест, но Седовласу не был уверен, что не обойдется без жертв. Мужчина вздохнул. Ханаон. Скорей. Нужна твоя помощь. К медику вбежал один из местных бойцов. Она тут же сорвалась с места. Пока они шли по длинным темным коридорам, Кунаичи сильно переживала. Что случилось? Сможет ли она помочь? Хватит ли ей ее навыков? Они, наконец, пришли в нужную комнату и девочка ахнула. Увидев парнишку немногим старше ее самой с сильно кровоточащей конечностью, она оцепенела, а после того хотела уйти. Осознание того, что никто кроме ее самой не сможет ему помочь, не дало ей совершать глупость, но страх не позволял приблизиться. «Пожалуйста, помоги мне!» Через собственные крики взмолился блондин. Она припомнила его. Именно он недавно помог ей. «Дау!» Неуверенно промямлила она, но подошла ближе. «Мне нужен свет и жгут». Увидев ранение ближе, на удивление себе, Харуна знала, что нужно делать. Ребята стали суетиться, выполняя ее требования. Анестезия. Второй медик тоже не остался в стороне. Скальпель. Как только он оказался в ее руках, Сакура сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Это впервые, когда она собственноручно будет кого-то резать, но мандраж не допустим аккуратно и медленно срезав мешающую кожу, второй медик тут же принялся убирать выступающую кровь. И глаз нитью. Подожди. Сначала нужно обеззаразить рану. Поправил ее Утаката. Она кивнула, понимая, к чему может привести ее халатность. Все было сделано и зеленоглаза и смогла выдохнуть после того, как подлечила парня напоследок при помощи техники. У был удивлен, что столь юная особа, так хорошо осведомленная и тем более имеет практический операционный опыт. Ее движения были точны, а рука тверда. Мне нужно нормальное, светлое и чистое помещение для проведения подобных операций. Иначе в них просто нет смысла. Подняла она глаза на доктора. Это не ко мне. Удрученно проговорил он. Девочка тут же сорвалась с места. Эй, куда ты? Куда? Но его попытки остановить ее были четны. Проводи йокрой, приказал он одного из парней. Что не говори, а она была права. В таких условиях было непросто оказывать хоть какую-то помощь. Темные, грязные помещения, совершенно не подходящие для проведения серьезных операций. Недолго думая, он решил, что и сам пойдет с девочкой. Это было и в его интересах. Синси, мы должны, должны попробовать снова. Увидев наставника, Наруто сразу перешел к делу. Удивляло то, насколько он был серьезен. И куда подевался капризный и бурчащий мальчик в нем. Саски встал рядом с ним, показывая готовность отправиться в путь хоть сейчас. «Как ты себя чувствуешь?» Хатаки взял в руки его карту и стал бегать глазами, пока ждет ответа. «Мы должны позаботиться о том, чтобы Сакура вернулась домой. Я и так потратил много времени лежа здесь. Его голос был тих, но это не позволило утаить его злости на всю ситуацию. Наставник вздохнул. Саски еще был бледен, но его анализы были далеки от идеала, но он прекрасно понимал, что это не остановит Генина. «Прости, Саски, но в этот раз мы отправимся без тебя». Спокойно повестил Какаши. «Что?» Саски был зол, сбыть с толку, но больше всего ему было обидно, что его одного оставляют не удел. Он обязан ей. Почему никто этого не понимает? Он резко развернулся и хотел было пойти собирать вещи, но внезапное сильное головокружение не дало пройти пары метров. Благо, блондин подловил его за руку. Вот об этом я и говорю. Идти сейчас с нами для тебя самоубийство. Извини. И поправляйся. Светло Власому было жаль паренька, но так рисковать его жизнью он просто не имел права. Да и не хотел. Джоунин двинулся к выходу ты обязан ее найти, ты меня понял?» Саски крепко держал Наруто за руку. Возможно, именно так он и пытался вложить всю важность своих слов. «Я сделаю все, что в моих силах». В вот он ему проговорил напарник. Узумаки также вышел за сенсеем. Команда номер восемь уже ждала остальных у входа в деревню. Как только Наруто и Кукаши подошли, они тут же отправились в путь, вот только за ними увязался хвост, который и не думал отставать. «Знаешь, Ханаон, ты, конечно, можешь пойти и начать качать права, но поверь мне, толку от этого не будет. К тому же...» Но мужчина быстро остановился, когда понял, что чуть не ляпнул лишнего. «К тому же у тебя уже есть все личные условия». Сакура кивнула, понимая, о чем он. «И после побед...» Ты можешь просить чего-то большего, чем просто чистая комнатушка. Харуна задумалась, а не тут как и бы подлога. Что если он намеренно не дает ей встретиться с боссом, и для чего тянет время? Даже если это так, то, что у нее против него есть? Пустые подозрения без доказательств. А вот у него уже есть с чем против нее пойти. Значит придется пока что пойти на попятную. Розового волоса не могла объяснить, но она чувствовала неприязнь к этому человеку. И нахождение рядом с ним для нее было тем еще удовольствием. Но он был единственным, кто хоть как-то мог подсказать и предостеречь от фатальных ошибок. И это бесило ее больше всего. К тому же у меня есть чем тебя занять в профессиональном плане. У меня есть несколько весьма познавательных книг. Обняв ее за плечо, он повел девочку в нужном ему направлении. Она печально вздохнула, понимая, что большого толку от этого не будет. Парень, что сопровождал их, отправился на плановую тренировку. Девочка удивленно посмотрела ему вслед, а после она попутчика в ожидании объяснений. Ее интерес то заметил не сразу. Наримару пошел на тренировку. «А разве мне не нужно на ней быть?» «Нет. Ты медик. И у тебя будет своя программа тренировок и обучения. Ты должна быть более вынослива» более сильна и более быстрая, чем любой из них. Я? Сокуру подобные требования избили с толку. А ты разве еще не поняла? Теперь ты ответственна за них, как и я. Это достаточно сильно заставило ее задуматься. Потянет ли она столько ответственности? Конечно не одна. Но все же. А если я не справлюсь? Ее голос звучал сейчас уже тише. Нас с тобой серьезно накажут. Он был рад, что постепенно девчонка начала понимать ситуацию, в которой она оказалась и что это происходило именно так, как ему было нужно. Теперь она точно возьмется за ум и будет выкладываться по полной. Его комнатушка оказалась за следующим поворотом. Маленькая, скромно обставленная, не слишком чистая. Создавалось ощущение, что хозяин тут бывает нечасто. Кунаича предпочла остаться в коридорчике. Врач же достаточно быстро взял нужную литературу и, сучив ее протеже, закрыл дверь. Она осталась одна без малейшего понятия, куда ей идти. Мужчина сел за план. Шины Беконухи достаточно быстро передвигались к цели, Саски понял, что в своем состоянии он начинает отставать от них. Но он не сдавался. В его памяти была слишком свежа решимость Сакуры. Благо у парня с собой были лекарства, что он нагло стащил у медсестер. Нет, еще не время. Он понимал, что если что-то пойдет не так, они ему будут нужнее, чем сейчас. Почти за сутки команды Кукаши добрались до места, где они нашли Саски, где в последний раз он видел Сакуру. Учиха держал приличную дистанцию. Сегодня мы останемся и здесь, а завтра со свежими силами пойдем дальше. Отдал приказ командир. Наруто хотел было вставить свое фе, но, увидев, что остальные устали, промолчал. Это удивило Кукаши. Наруто не спорил, не капризничал, не дурачился. Исчезновение друга заставило его стать серьезнее. Кокоши же подметил, что после их последнего визита тут уже кто-то побывал. Нет крови, что он видел в тот раз и, возможно, от остальных улик неизвестные тоже избавились. Рюинабу в это время были на своем задании на территории страны-соседки горячих источников. Очередное похищение пошло не по плану, ведь цель просто не прибыла в ожидаемое место. И в итоге оба отступника возвращались не с чем. Внезапно Набу остановился. В чем дело? Сразу вопросил Рюсту неподалеку. Напарник не ответил. Он подошел к одному из деревьев и принялся его ощупывать. Пару мгновений и перед шиноби появился потайной вход. Откуда? Кореглазый был удивлен подобной находке, ведь это именно то. Что им сейчас было необходимо. Набухишно улыбнулся. Во время пыток, и не такое узнаешь. Он зашел первым. Это тайник одного отступника из песка. Глядишь, может, найдем, чем пожириться. Оба преступника передвигались аккуратно. Было несложно догадаться, что в таких местах всегда есть ловушки. Перед ними открылось весьма пугающее зрелище. Кругом различного вида марионетки, шарниры, оружие, пробирки с разнообразными жидкостями, конечности, туловище и головы. И если не выглядываться, можно и решить, что они чьи-то. Эй, ты хочешь сказать, что это тайник Сасвэри из красных песков? Настороженно проговорил Рю, понимая, к чему это может привести. В его понимании Сасвэри был весьма и весьма грозным противником. В схватке с ним один на один у мужчины не было бы шансов. А что такое? Страх берет вверх?» С издевкой вопросил Небо, пока осматривал полки со свитками. Скорее чувство самосохранения. Он также подошел к полкам. Ладно, ладно, возьмем несколько свитков и свалим, пока никого нет. Храбрился шиноби, стараясь не показать, что ему жутко от этого места. Через несколько минут они покинули прибежище мастера марионеток. Похоже, у нас гости. — предупредил преступник лидера, когда те уже возвращались с добычей. Блять, Вечно эти официалы под ногами путаются. Кто там?» Такеш обернулся на сенсора. «Кнаха!» — почти сразу ответил Ирн. Низкий мужчина с телом ребенка сосредоточился. Пятеро шиноби. Один взрос. Он прервался, когда почувствовал мощь хвостатого зверя внутри Наруто. Но об этом он решил не говорить, ведь знал, чем это чревато. Есть еще один, но он держится дистанцию от остальных. Да. Пойдем-ка, глянем на него. С азартом проговорил Такеша. Пара минут и Такеша лично стоит за спиной ослабленного Саски. Как и тот раз Учиха получает отравленную иглу прямо в шею. Маленький Учиха. Мы что-то часто стали видеться. С насмешкой проговорил глава банды. Саски понимает, что в таком состоянии точно не сможет противостоять нескольким врагам и поэтому принялся кричать, чтобы остальные его услышали. Ахахахахах. Пустые потуги. Это другой яд. Он парализовал твои голосовые связки. Знаешь, от а везучих сучонок. У нас и на этот раз уже есть работенка. Саски посмотрел за спину врага и увидел, что на из камня. Его одновременно поразило и разозлило то, как эти люди безнаказанно похищают людей прямо из деревень. Но обещаю, в следующий раз обязательно возьму тебя с собой. Этой фразой он напомнил ему так ненавистного, на тот момент ему и тачи этого он уже стерпеть не смог. Саски ударил бандита рукой, но тот с легкостью увернулся, а после пнул мальчишку, скинув его с дерева на землю. Я передам привет твоей подружке. Ахахаха. Отступники пошли в обход, а юный Учиха в очередной раз потерял сознание. Дейдара в своей манере продолжал философствовать об искусстве. Иногда Сасвери отвечал ему, но в большинстве своем предпочитал отмалчиваться. Они подошли к убежищу и Шиноби песка остановился. В чем дело? Не сразу понял причину остановки напарником Дейдара. Здесь кто-то был. Медленно протянул марионеточник когда они оказались внутри слова Касуна и подтвердились. Он сразу заметил пропажу. Шина без деревни скрытого песка. Сасари, проанализировав ситуацию, понял, кому могли понадобиться именно эти свитки. Посмотрев на напарника, он понял, что если они отвлекутся на поиски пропажи, то сильно опоздают к заказчику, а этого он допустить не мог. Дейдара хрипло, но громко позвал он блондина. Отправляется вперед. Я уложу все здесь не то чтобы подоровника это устраивало, но спорить он не решился. Хоть он с Сасари недолго в команде, но уже знает, что тот терпеть не может ждать или заставлять ждать себя. Он кивнул и пошел вперед. Отступник песка двинулся в другом направлении. Сакура вышла к арене. Там никого не было, но было достаточно светло, чтобы спокойно прочесть литературу в ее руках. Кунаичи сама не заметила, как просидела за книгами всю ночь, а после усталости взяла свою и она уснула прямо на полу. Ну, привет, цветочек. Давно не виделись. Грозно стоял над ней Такеша. Она сразу пришла в себя и интуитивно отскочила. Книжонки почитываешь. Какая скука. Он небрежно взял одну из них за корешок, а после бросил. Не нравится, не трогай. Грубо ответила она, подняв книги с пола. Он резко схватил ее за ворот и притянул к себе. Я смотрю, ты много на себя берешь. Его эго не могло позволить, чтобы какая-то соплячка так с ним разговаривала. И что тут происходит? Без особого энтузиазма вопросил у Таката, что только что подошел. Да ничего. Мужчина швырнул девочку, как ненужную игрушку. Девушка стерпела боль от ушиба, но решила, что с рук этой негодяю не сойдет. Просто не даю зазнаваться всяким. Посторожнее. Она нужна нам предостерег врач. До первых поединков. С насмешкой и пренебрежением проговорил похититель, прежде чем уйти. Уток этот глаз с наемника не спускал, пока тот не скрылся из виду. «Ты в порядке?» Она, молча, кивнула. «Держись от этого психа подальше. Черт его знает, что у него в голове». «Поняла. А что там с боями?» «Уж очень он был уверен в моем поражении». «За этим я тебя искал», идем, пора заняться делом. Несмотря на свое чедушное строение, медик был весьма увык проварен, чему и хотел обучить девочку. Ты должна понимать, что если по тебе попадут во время боя, то вероятнее всего убьют на месте. В этих боях не щадят никого. Никто не посмотрит на то, что ты девушка и что тебе мало лет. Сакура изо всех сил старалась попасть по наставнику, но он уворачивался от каждого ее удара. Да причем с такой легкостью, будто ему этого ничего не стоило. Быстрее, быстрее! Мне уже становится скучно. Сакура решила, что нужно придумать другую стратегию. Ее все не покидало чувство, что где-то это уже было. Утакатые старшие смотрящие, подойдите ко мне, пронеслось охом по всем помещениям. Мужчина ожидал, что его ученица воспользуется переполохом и атакует его, но она не сделала этого. А вот он жалеть ее не стал. Мгновение девочка уже сбита с ног. У тебя был прекрасный шанс, и ты упустила его. Он смотрел на зеленоглазую с упреком, которого она явно не понимала. Послушай, то, что ты не поступаешь как крыса это, конечно, благородно. Но в бою твое благородство не оценит и тем более не ответит на него. Тот или ты, или тебя. И да, тебе бы не помешала другая одежда указал он на несколько дыр на ее штанах и на платье. Сакура поспешила смущенно прикрыть их, хотя понимала, что из этого маловероятно, что выйдет. «Пока я буду занят, залезь при помощи чакры на потолок и виси там, пока меня не будет». Точка задания показалась и странным, простым одновременно. «Почему на потолок? И какой смысл там так долго торчать?» Все же Харуна решила, что сначала она все-таки приведет себя в порядок, а уже потом полезет покорять новые вершины. В комнате ее ждала футболка цвета хаки и черные штаны. Не худший, что могло быть. Только под утро Шина узнал, что Саски находится недалеко и он в тяжелом состоянии. Брюник незамедлительно сообщает о находке командиру. «Значит, решил сам пойти». Выдыхает какаши, решая, что ему лучше сделать в сложившейся ситуации. И Шины, Киба и Хинута ему нужны для продолжения задания. Наруто согласится ли он сопроводить товарища назад в деревню? Нет. Это также небезопасно. Мгновение рядом появляется его клон, что берет учху и отправляется назад. И куда он полез? Хоть Икиба никогда толком и не общался с Саске, но все равно считал, что тот зря так рисковал. Он совсем нам не доверяет. Кибакун. Вскрикивает Хинута, стараясь успокоить того. Она понимала, что если Наруто услышит его, будет конфликт. Это потому, что боится Саски потерять еще одного дорогого человека. Хоть и обурами выражался не совсем нормально, но зато, в самую суть. Да знаю ее. Вспылился боковод. Что вы так вошумите? Сонно проговорил Наруто, потирая заспанное лицо. Что-то случилось? куда бодрее и настороженнее спрашивает он, видя серьезность парней. Просто. Но Хинута закрывает рот напарника рукой. Просто обсуждали план. Ее глаза бегали то на блондину, то на пол. Молодец Хинута. Переполох сейчас нам бы был совершенно не кстати так же от Какаши не скрылось, то, как неловко говорила наследница клана Хива. А Камару привлек к себе внимание лаем. Молодчина Камару. Он напал на след. «Выдвигаемся!» — скомандовал Какаши и Шинобилиста поспешили за щенком. Забраться туда не составило для Кунаич труда. «Что за бред?» — удрученно подумала она, считая, что ее не принимают всерьез. Но десять, двадцать, тридцать минут. У Такаты все нет. Контролировать чакру было уже отнюдь непросто, да и самой чакры практически не осталось. Голова девушки кружилась, а пульсирующая боль так и норовила подорвать контроль. Но стиснув зубы, девочка держалась. Кто бы мог знать, что будет так сложно. О! Ты все еще весишь? У умудрился забыть о протеже, а когда вспомнил, поторопился к ней в полной уверенности, что там уже спустилась. Все. Слезай. Он не был до конца уверен, что она вообще его слышит как только Харуна услышала, что тренировка окончена, она сама того не желая сорвалась вниз. Медику пришлось извернуться, чтобы поймать ее. Неплохо поработала. Улыбнулся он, держа девочку в руках. Ага. Будто пьяная проговорила она. Идем, нам нужно собраться. Мы снова переезжаем. В этот момент в голове у Сакуры сложился еще один пазл. Вот почему она не узнает место, хоть как бы и не пыталась его вспомнить. Просто до этого штаб был не здесь. Врач коварно улыбнулся, поняв ход ее мыслей по ее взгляду. В коридорах стояла суматоха. Все были заняты сбором своего барахла и от того зачастую даже не смотрел по сторонам. Пока эти двое шли по своим комнатам, их несколько раз чуть не сбили с ног. Боже, можно же хоть немного смотреть, куда несешься? — фыркнула она после последнего раза. «У нас не так много времени, как бы хотелось. Вот народ и суетится. Никто не хочет попасть с официальным шиноби. Так что я ждать никого не буду». Он заметил непонимание в ее взгляде. «Видишь ли, милая, что ты, что я, все мы вне закона для шиноби официальных скрытых деревень. А вот и твоя комната. Поторопись». Мужчина поспешил к себе, оставляя Сакуру переваривать полученную информацию самостоятельно. Ладно, я могу понять, почему старшие могут быть вне закона. Убийство, предательство, воровство. Но ведь тут так много детей. Они-то в чем провинились? И как бы девушка не крутила в голове эту ситуацию, ей не удалось найти хоть один логичный ответ. Собраться ей оказалось проще всех, поэтому она решила помочь с этим коллеге, Пока девочка шла в его сторону, наблюдая за остальными, она чувствовала, что если не ненависть, то неприязнь к так называемым официальным шинобе разрастается в ее сердце. Особенно четко это стало ясно, когда в этих катакомбах она заметила мальчика лет пяти. С. Бесит. Ее брови сошлись к переносице, а кулак сжался до побледнения в костяшках. Сакура совершенно не замечала, что за ней наблюдают пара крих глаз, Рэй нравилось, что все идет так, как он этого желал. Он уже получил полный доклад от Атаката и знал, что девочка под его контролем. У кукловода было преимущество в этой темной части мира Шиноби. Он обладал достаточным количеством собственных шпионов и ищеек. Старые связи, что остались еще с официальной службой, не раз выручал его в его теперешней деятельности находка ценных людей и предметов информации, его пешки могли предоставить все это с избытком. Вот и в этот раз он уже знал, куда ему необходимо отправиться, чтобы вернуть пропажу. Его путь был на небольшой остров к югу от страны Молния. Помимо этого он смог узнать, что так называемые хозяева бойцов собираются проводить очередной турнир, на потеху тем, кто хорошо заплатит. Это было весьма Касана, ведь он не хотел привлечения внимания к своей организации и к своей персоне, в частности. Бесполезно! Киба и Акамару уже битый час старались найти, куда дальше был путь врагов, но результата это так и не дало. Из-за гористой местности тут слишком шквалистые ветра. Я даже не уверен, что Сакура тут была. Щенок грустно пропищал, подтверждая слово хозяина. Какаши внимательно огляделся. Он прекрасно понимал, что на такой открытой местности крайне проблематично передвигаться незамеченными, да еще и группой. Если они тут и были, то наверняка их видели. Но учитывая специфику их деятельности, они бы предпочли другой путь по описанию, что дал Саске, Джоунин знал, о ком шла речь. Этот человек разыскивается всеми странами, хоть и не числится в шранге. Тут все хорошо видно. Может нам стоит опросить людей недалеко отсюда, — предложила с надеждой Хината. Какаши кивнул, хотя он мало верил, что это даст хоть что-то. Как он и предполагал, местные не видели никого уже несколько недель до их прихода. «Что же нам теперь делать?» Голос Наруто был поникшим. Он не собирался возвращаться назад ни с чем. «Как ни прискорбно, но нам придется вернуться назад». Хатаки должен был сказать это. Да ему это тоже не нравилось. Да, он тоже хотел бы найти хоть еще одну зацепку, но ее просто не было. Но также он понимал, что они просто не могут покидать деревню на долгое время в такой для нее непростой момент. Но. Сразу возразил Узумуки. Наруто у нас больше ничего нет. Ни времени, ни версий, куда могли отправиться похитители. И. Мы не бросаем Сакуру. Облако тоже выделило отряд для ее поиска. Это их страна и им намного лучше известно предполагаемое местонахождение различного рода преступников. Но сенсей, почему мы не можем пересечься с этой группой и помочь им? Сразу же вопросил блондин. Все потому что облако тайны своей не захочет нам раскрывать. Как всегда своеобразно ответил Шина, когда вернулся один из его жуков так же ни с чем. Наруто в конец опустил голову. Как он теперь вернется домой? Он же обещал Саске, что найдет и вернет Кунаичи домой. Команда отправилась назад. Было необходимо сообщить эту страшную новость родителям Харуна. Как ее наставник Какаши взял эту обязанность на себя. Госпожа Харуна, стоя у своего дома, когда услышала, что произошло, громко заплакала. Киза шелбнил ее. А Какаши заверил, что поиски продолжаются и как только что-то вновь появится, он лично займется этим. Мебуки была наслышана Хатаке, поэтому все же какой-никакой, а лучик надежды в ее душе теплился. Она поверила, в то, что ее единственная дочка вернется домой. Верни ее. Строго и при этом уважительно попросил глава семьи. Новое место поражало своим масштабом. Медленно спускаясь вниз по ступеням, Сакура старалась сфокусировать взгляд на одной точке, но ее глаза продолжали бегать. Ова, Вот это да! Кто бы мог подумать, что такая махина может быть скрыта под землей. По большей части пещера была пола и лишь две лестницы у самых стен могли помочь путника попасть вглубь пещеры. С другой стороны стены зеленоглазой заметила несколько маленьких огоньков и только через пару секунд она поняла, что это тоже группа людей. Но для чего они все идут сюда? И для чего, собственно, они пришли? Но посмотрев на своих, они выглядели весьма уставшими. Девочка поняла, что сейчас явно не время. Команда Ры достаточно быстро расположилась на одном из верхних ярусов пещерного комплекса. «В этот раз здесь много народу», — проговорил Ры, глядя на Утакату. Мужчины остановились и оба перегнулись через перила, чтобы суметь разглядеть всех пришедших. Лицо Ры отражало интерес и немного азарт. «Да уж. Похоже, будет весело», — согласился врач, пока разглядывал бесчетное количество огоньков. Пару мгновений и они оба продолжили путь. Как думаешь, девчонка справится? Он перевел взгляд на впереди идущий протеже. Не знаю, ты мне скажи. Ты должен был заняться ею. Рэ было удивительно слышать подобные речи от того, кому он поручил обучение и присмотр. Не знаю. Не уверен. Прошло слишком мало времени. Все отговорки. Есть хоть что-то хорошее. Брови мужчины немного сдвинулись к переносице. У нее хороший контроль и есть выдержка, это хорошая основа. Если справиться с турниром, я знаю, чему ее обучу. Славно, что хоть об этом ты побеспокоился. Настроение Иры чуть улучшилось. Турнир вот-вот обещал начаться. Трибуны были полностью полны и даже под самым потолком не было лишнего места, чтобы яблоко упасть. Сейчас все гости с напряжением ждали, когда представят именно их команду. За которую болели, на которую ставили, в которой состояли. Неспешно на самой арене появился один из организаторов. Он поправил одежду, взял микрофон и с невозмутимым видом посмотрел на многочисленных гостей. В его горле что-то застряло или ему это лишь показалось? В любом случае он откашлялся, чем заставил зал полностью замолчать. Добрый вечер, дамы и господа. Освещение пространства заметно поуменьшилось. Прожекторы светили только на него, Последние из голосов стихли «Я Фаису, рад приветствовать вас!» «Надеюсь, путь был несложен и у вас еще остались силы для поддержки своих любимцев?» Он сделал паузу. А зал так и взорвался криками и возгласами. Люди наперебой старались перекричать друг друга. Ведущий довольно улыбнулся. «Потрясающе! Я очень рад всех вас слышать!» «Но что-то наших уважаемых владык совсем не слыхать!» «Что вы нам скажете?» Его глаза устремились ввысь. Там аккурат по центру были специальные ложи. Для каждого лидера своя. Рыбал на одной из них. Наши ребята готовы показать все, на что они способны. Взял слово похлопоты мужчины невысокого роста с темной кожей. Еще трое уверенно кивнули, подтверждая его слова. Каждый из них, пользуясь случаем, хотел изучить своего коллегу. Это именно то, на что мы все надеемся, верно? Зал снова взорвался. Никто не стеснялся показать своего радостного отношения к происходящему, несмотря на статус. Фейсу позволил толпе побуянить, а после снова взял слово. Но прежде чем мы начнем немного правил. Чемпионы не ограничиваются в своей силе оружия. Надежный барьер, что установлен по периметру арены не позволит ни техникам, ни оружию достать до наших гостей. Бой проходит исключительно один на один любая помощь извне будет равно поражению для чемпиона. Все чемпионы должны самолично присутствовать на арене. Если бой начался, а чемпион вне арены это автоматическое поражение. Итак, бой начинаются. Методом жеребьевки были выбраны 10 участников, но имени Сакуры, а точнее Ханаан сегодня не прозвучало. Рыю Таката облегченно выдохнули. Девочка, очевидно, была не готова к бою на смерть. Последний поспешил заняться исправлением этой оплошности. Но Сакура решила, что она должна понаблюдать за боями, чтобы изучить тех, кто пройдет дальше. И она была права. Пока она смотрела за тем, как другие дерутся, ей казалось, что она уже где-то это все видела. И вроде даже не так уж и давно. Но подсознание девушки сыграло с ней злую шутку. Она вспомнила третий этап экзамена Чунина, вот только совсем в других обстоятельствах и с другими участниками. Точно, турнир же тогда прервали. Пронеслось у нее в голове. А нарочно прибыл с опозданием. Он знал, что сейчас его не будут слишком сильно задерживать, а пропустят без детального осмотра. Первый бой близился к концу, но он его не интересовал. Сасари внимательно вглядывался в трибуны, что принадлежали Рю. Чертов мальчишка решил, что сможет обворовать меня безнаказанно какая самонадеянность оказалась на глаз не спускалась с предполагаемого им вора. Перед четвертым боем оказалось, что человека с именем одного из участников просто не существует, и было решено выбрать нового. Глаза Сакуры широко открылись, брови медленно поползли наверх. Она так сильно была уверена, что не будет участвовать во всем этом беспределе, что совсем забыла, что ее предупреждали в обратном. На ватных ногах она начала спускаться к арене. Сассери решил, что доберется до после боев, поэтому он не пешил покидать трибун, но увидев, что в бой от его имени идет какая-то малявка, он лишь усмехнулся. Какое разочарование. Если это его бойцы, то мне нечем переживать. Похоже, не только Саймонсон, но и Рессон сейчас решатся своего шанса. Нарочно громко проговорил один из лидеров с издевкой в голосе. Тот лишь нахмурился, но старался держать лицо, Вся ситуация была совершенно не в его пользу. Если девчонку сейчас убьют, то он лишится так долгожданного медика. Не сдерживая себя, поняла. Все, чем он сейчас мог ей помочь. Она же была шина до этого, да и еще из официальной деревни. Уж чему-то их там же обучают. Но Сакура не слышала, ни его, ни глаза. Все ее внимание было поглощено ее оппонентом. Это был молодой парень. Высокий, не слишком раскачанный но от него веяло опасностью. Кто он? На что способен? В чем специалист? Никаких ответов его внешность не давала. Он улыбался ей. Именно улыбался, а не улыбился, что немного сбивало с толку. «Извини. Постараюсь не делать тебе больно». Сразу заявил тот, стоило девочке пройти через барьер. А... Но не успела она понять сказанного им слов, как он уже атаковал ее тыжицу. Она пропустила лишь пару ударов, но быстро включилась в бой. Он очень быстр. Я не успеваю за ним, парень буквально исчезал из виду. Следующей своей атакой он повалил девочку. Зеленоглазая сразу сгруппировалась. Удар. Удар. Еще удар. Она чувствовала, как трескалась кожа на коленях и локтях. Как маленькой струйкой стекает кровь по лицу. Он слишком быстр. Но его удары последовательны. Голова. Ноги руки, живот, спина. Сакура собрала чакру в руке, и когда Шатин должен был ударить ее в очередной раз по голове, она перехватила его. Ее удар пришелся четко по его солнечному сплетению. Парень согнулся не в силах сдержать вскрик от боли. Он отлетел и сильно врезался в барьер. От удара спиной он потерял сознание, а по барьеру пошла трещина. В зале воцарилась тишина. Кто бы мог подумать, что маленькая девочка сможет настолько сильно кого-то ударить, да и еще из такого положения. Да. Первым, кто издал хоть какой-то звук, оказался Ры. Его радости и восторгу не было предела. После него жил ведущий. Ну, кто бы мог подумать. Ханаан приносит победу команде господина Рэя. Но сама Сакура не смогла его дослушать. Она рухнула на пол не в силах больше удерживаться на ногах. Сильное головокружение и тошнота продолжали преследовать розовую волосу, даже когда она растянулась на полу. Ее единственной мечтой сейчас было поскорее уйти в забытье. Надо же! Кто бы мог подумать, что от такой малявки будет такая сила! Сасари был неприятно удивлен подобному ходу событий. Похоже, придется действовать иначе, у мастер ядов уже были мысли по этому поводу. Сакура так и оставалась в сознании и все же, наверное, это был больше плюс, чем минус. Хотя она была с этим не согласна. Люди Рэй помогли ей покинуть арену, а после отвели во временный лазарет, где ее уже ждала Аутоката. «Весьма недурно, Ханаун!» — похвалил ее медик, пока занимался обработкой ее головы. «Сказать по правде, я был уверен, что это бой мы проиграем. Но ты как настоящий лев вырвала победу своей мощью. Не знал, что ты так умеешь. Его вот тон был дружелюбным, и все вроде бы располагало к хорошему отношению. Но Сакура почему-то знала, что что-то не так. Будто бы с гнильцой. Она не знала, как это объяснить. Кстати, это тебе. Он достал с полки свитки и положил их на ее кровать. Что это? Нерешительно, но все же, Харна приняла их. Твой подарок. За победу. Ладно. Дальше ты и сама разберешься. А мне нужно вернуться к остальным. Утаката торопливо вышел. С одной стороны, Кунаичи это совершенно не нравилось. Как она, будучи еще не совсем в себе, должна разобраться с ранами? Но и с другой стороны, она прекрасно понимала, что там сейчас могут быть раненые, куда хуже, чем она. Ее глаза снова упали на свитки. Она развернула один из них и прочла пару предложений. «Яды!» — невольно произнесла она но текст был настолько хорошо написан, что она просто не смогла оторваться. Такое красочное пояснение. Такие точные заметки. Такое интересное описание. Девушка поняла, что ей необходимо переписать все это себе, мало ли что. Благо под рукой ей было все нужное. Травы, что были описаны в этих свитках, по идее были лечебными, но по описанию пропорций девочка сразу поняла, что они играли роль скорее транквилизаторов и усилителей. Кто бы мог подумать. Бой окончились, и марионеточник приступил к своему плану. Поймать одного из людей ирэ для него оказалось сущим пустяком, а вот выведать у того, где его свиток, ему не удалось. Что ж, тогда поступим иначе. Он нейтрализовал свою жертву и принял его облик. Из разговора ему удалось выяснить, что именно Ханаан получила свиток за победу. Догадаться где она сейчас было несложно. К отцу. Как твоя рука? Боль прошла. Но Сасари не сразу понял, о чем идет речь. Кроме того, в спешке, он даже не заметил, что у юноши имеется шрам на предплечье. А вот Сакура заметила это. Она сразу поняла, что перед ней не ее знакомый, но решила действовать обдуманно. «Я знаю, что вы не Кацу. Но что вам нужно?» Ее голос был спокоен, даже больше деловит. Сасари улыбнулся. Ему было забавно, что он допустил такую нелепую оплошность. Похоже, он просто отвык действовать как ваш шпион самолично. Что ж. Весьма неплохо для девчонки. Ты очень наблюдательна, несмотря на свое состояние. Он снял технику. Когда Сакура увидела его реальный облик, она постаралась проглотить ком, подступивший к ее горлу вместе со страхом, что туманил разум. Весьма объемный мужчина в черном плаще с красными облаками, позади которого был хвост словно у скорпиона. Он был уверен, что сейчас эта девчонка закричит, чем привлечет ненужное ему внимание, но этого не произошло. Харуна, кажется, поняла, зачем он пришел. Она, молча, протянула свитки, сложив их в кипу, его обладателю понимая, что противостоять ему сейчас будет выше ее сил. Да и неправильно, наверное. Извините. Я не знала, что они краденые. Мужчина удивился ее благоразумию. Да, она была куда умнее большинства взрослых, с которыми ему доводилось иметь дело. Сасури молча забрал их своим хвостом. «Будь хорошей девочкой, не шуми. Тогда, так и быть, я сохраню твою жизнь». Его басистый голос был полон хрипа, а его темп речи стал значительно медленнее. Она так и сделала. «Кто бы мог подумать, что мое творение попадет в руки девчонки?» Подумал он, покидая остров. Он запомнил ее, если что он всегда будет знать, кого спросить ответ. Харуна же хватило ума промолчать об этом инциденте. Она понимала, чем ей грозит лишняя болтовня. Этот мужчина не просто умен. Он гений. И ее смерть будет весьма мучительной, ведь он специализируется на ядах. Но с другой стороны, что ей мешает изучить этот вопрос глубже? Остров был весьма богат разными травами, но только два вида из них могли помочь девочке в ее новом увлечении. Она поняла, что в малой дозе одна из них действует как успокоительная. В средних – уже как транквилизатор. Ну а в большей скорее всего уже как смертельный яд, но отпробовать это она так и не решилась. Во время очередного эксперимента зеленоглазая случайно прокинула стакан с водой. Ей бы подняться и убрать весь этот бедлам. Но она не видит воду. Сейчас она представляет перед собой поток чакр в человеческом теле, и если его потолкнуть. Это бы решило много проблем. Она решила перейти от мысли к делу. Она полностью сосредоточилась на руках. Но чакра двигалась медленно, лениво. Совершенно не хотела подчиняться. Толчок. Резко открывшаяся дверь в ее комнату и стала им. Девочка хорошо запомнила это ощущение и уже через пару секунд смогла повторить без усилителя извне. Ханаэн. Парень, что зашел к ней, был немного не собран неуклюж. Его массивное туловище плавно покачивалось в стороны, пока он неспешно подходил к лекарю. Хамира, ты ранен. Харуна немного растерялась, но тут же приказала себе собраться. Сядь. Я смотрю. Несмотря на свой грозный вид, Бринет был весьма покладистый. Он послушно сел на стул и протянул Сакуре руку. Хм. Ничего страшного. Просто царапина. Но будет болеть. Медик убедилась в целостности сухожилия и мышечной ткани. Ей пришлось повозиться, чтобы зашить рану, ведь кровь то и дело мешала видимости, хоть она и перетянула руку. Вот и все. Приходи завтра. Если боль усилится, не терпи. Понял? Она настойчиво посмотрела в его глаза. Да. Я приду. Этот парень был из тех, кто мог долго терпеть боль, и Харуна уже успела услышать об этом. А, Будет жаль, если из-за боли у тебя откажет рука в самый неподходящий момент. К примеру, во время боя. Хамира заметно напрягся и поспешно покинул Сакуру, но зато она теперь точно знала, что он к ней явится, если что. В лист, наконец, пришло сообщение о Харуна. В докладе говорилось, что местные жители одной из южных деревень видели девочку с розовыми волосами. Цунади незамедлительно создала отряд. Наруто и Саски не выглядели жизнерадостными. Даже их вечная вражда прекратилась. Они оба спешили в резиденцию Каги. В этот раз все будет по-другому. Уверенно подумали оба мальчика. Наруто был уверен, что в этот раз они точно найдут Сакуру и вернутся вместе с ней. Саски же был уверен, что в этот раз он не позволит себе так оплошать и не позволит какому-то ублюдку так открыто потешаться над ним. Теперь он не один. Ребята переглянулись. Они еще не знали, зачем их вызывают, но проигрывать стайки бандитов они больше намерены не были. Хатаки, к их общему удивлению, уже был в кабинете. Есть сведения, что местные жители на юге страны Молнии видели похожую на Сакуру девочку. Шиноби облака уже ведут расследование в самом поселении. Ваша задача обыскать область в данном районе и вернуть Сакуру домой. Синджу без силы то, что она зависит от другой страны то, что девочка уже достаточно давно находилась в неизвестном положении. Сакура приглянулась, ей и у Каги на нее были свои планы. Есть! Четко и твердо ответили все трое и моментально покинули лидера. На границе их встретила одна из шиноби облака и попросила следовать за ней. В этот раз Хатаки решил, что отдыхать они будут уже на месте миссии, чтобы не упустить время. Весь путь был тихим даже слишком. Джоунин Листа был обеспокоен тем, что парни все время молчат и тем, что он не знал, что у них на уме. Что они задумали? Больше всего он опасался, что ребята натворят глупостей. В одном из домов в поселении. В маленькой комнатушке команда Листа село за ужин. Три спальных места и небольшой стол окна, вот и все, что в ней было. Но Шиноби к этому не привыкать. Тишина все так же была нерушима. И как считал Какаши это уже неправильно. Как понимаю, вы уже проработали стратегию. Не хотите ввести меня в суть дела? Вы не единственный, кто хочет вернуть Сакуру домой. Парни перестали, есть и переглянулись. Они на самом деле ведь не имели никакой стратегии. Но наставник прав, он им нужен. Как можно придумать стратегию, когда нам практически ничего не известно о враге? Сухо проговорил Наруто, что было совершенно не в его стиле. Разве? Но это не был вопрос. Хатаки кида водные данные на тех, с кем они могут встретиться. Их много. А вот сейчас Наруто уже больше походил на себя. Такие обширные навыки. Неудивительно, что их так сложно поймать, проанализировал полученную информацию Учха. В любом случае без иммунитета к ядам нам придется тяжело против такого врага. М. Наруто согласно кивнул. Вполне возможно, что мы не пересечемся именно с теми же, кто и устроил похищение. Какаши понял, что парни слишком завысили свои ожидания. Также вы должны понимать, что эта девочка может оказаться не нашей Сакурой. Более серьезно проговорил он. Мальчики также серьезно посмотрели на нее, но кроме этого были другие эмоции в их взгляде. Возможно обида или злость, хотя скорее недоверие. Но хорошо подумав, они все же поняли его, Весь следующий день лист был занят допросом и обыском указанных мест. Саски случайно вдали замечает нескольких шиноби, что явно куда-то спешат. Решив не терять времени не упускать их из вида, Брюник преследует предполагаемых преступников. Это они же. К своему счастью и удивлению, понимает парень, когда подбирался к ним ближе. Куку, -ку, сопляк! Неожиданно проговаривает Такеша за его спиной он будто бы вырос из дерева, ведь Учиха был готов поклясться, что секунду назад он там был один. Мгновение в его глазах резко темнеет, а сам он моментально теряет сознание. «Слушай, а ты безумен, знаешь?» Голос Такеша звучал с эхом в голове брюнета. Также мир, что видел вокруг себя Саски, был слишком яркий что ли? Это последствия оглушения или нового яда? Каждый раз ты делаешь одну и то же, и думаешь, что это приведет к другому результату. Хаем -эм, хаем -эм, хаем, -эм. Такеша забавила вся ситуация. Сейчас он мог просто прикончить надоедливого мальчишку. Или же нет? У чиха золотая антилопа для таких, как он. Саски с трудом огляделся. Поудаль от себя он увидел связанную русую девушку лет двадцати. Разглядев ее повнимательнее, он бы не рискнул сказать, жива ли та. На одежде похищенной виднелись большие пятна крови, а сама она была местами рваной и грязной. Как он мог попасть в такую ситуацию снова? Почему вновь позволил своей самоуверенности взять верх? Но, даже в этой ситуации есть свой плюс. Пока есть время, он внимательно всматривается в каждого из присутствующих. «Что за чушь ты несешь?» Злобно отвечает он для отвлечения внимания, пока сам старается освободить связанные за спиной руки. Разве? Думаешь, я больной? Думаешь, лапшу тебе вешаю? Да пошел ты нахуй. Ладно. Я спокоен. Спокоен. Извини. В конце концов, какой смысл злиться на труп? С улыбкой говорит он, все же определив его участь. Тире босс. Настороженно говорит один из его людей. Мужчина с иракезом злобно цокает языком и хватает жертву. Похоже, ты ухватил удачу за ее вертлявую жопу. Быстро процедил Такеши, а после сильно ударил парни по голове. Саски вновь потерял сознание. Через несколько минут к месту прибывают шины облака и листа. Какого черта Саски? Наруто первым настигает друга и хватает за шиворот, но весь гнев блондино улетучился, когда тот понял, что друг не двигается. Заметив на голове у брюнета кровь, Узумаки пробрал страх. Эй, Саски, Успокойся, Наруто. Он просто без сознания. Трогаешь ученика, говорит Какаши. И снова ничего. Подытоживает он у себя в голове результаты поисковой миссии. Те, кто этим занимаются, и впрямь хороши. Действуют хорошо и слаженно. Не оставляют следов. Вот только. Хатаки не мог понять, почему они каждый раз оставляют его ученика в живых он как свидетель представлял для них наибольшую угрозу, и было бы вполне логично, если бы сейчас они убили бы его. Но потом он вспоминает о Итачи, этот вопрос отпадает. Далеко не каждый захочет иметь в качестве врага подобного Шиноби. Возвращаемся. Командует он Наруто. В этот раз блондин сам все понимает и просто подчиняется приказу. Этот день Харуна провела на тренировке. Она знала, чтобы у нее будет только завтра, а значит и есть время на отдых. Увидев, как незнакомец, он же автор свитка, использует оружие, она решила также попрактиковаться. К несчастью выбирать особо ей не пришлось, ведь из всего, что было, это пара мечей, рукоятки которых ей были немного великоваты. Но она видела достаточно боев и знала, что порой выбирать не приходится, наверное, поэтому и была неприхотлива. На удивление себе и остальным она была неплохо не идеально, но выше среднего. Какие еще сюрпризы ты еще таишь, а цветочек? Такеша увидел лишь конец ее тренировки. Как жаль, что у мужчины были еще дела. Мне определенно должны доплатить за такое сокровище. Из иконоховских прихвостней, что так за ней охотится он ухмыльнулся своей аллегорией. О! Кого я вижу? Рыбал рад прибытия своего приятеля. Ты все же выбрался на пару деньков? Блять, только в своих мечтах. Остальные как узнали о том, что я привел к тебе девку из Канохи, и тут так такое началось. Достань с камня. Приведи из песка. И такие бабки платить готовы. О! Мужчина хищно посмотрел на лидера. И все же ты тут. Идем. Завтра будет весело, вот увидишь. Заманивал его Рэй. Услышанные новости грозили его стабильности, но виду тот не подал. Сказал же есть дела не повелся бандит. Кстати, было бы неплохо доплатить. Из-за этой девки у меня теперь лис под ногами путается. Ой, за нее я тебя хоть всего озолочу. Как только мужчины пришли в его комнату и сразу пнул рядом стоящий сундук. Он твой. Забирай. С чего такая щедрость? Брюнет был слишком давно в этом бизнесе и знал, чем обычно такая щедрость заканчивается. Я бы дал тебе куда больше за эту красавицу, но у меня просто нету. Расслабленный и даже немного счастливо пролепетал тот. Бандит поднял одну бровь, в попытках понять, что происходит. Она медик. Понимаешь? Еще и неплохой. Теперь все встало на свои места. Ну, рад, что угодил. Останься. Она ух как удивит тебя. Завтра у нее бой, я уверен, что она готова. Перебил он. Такеша удивился. Эта слабачка идет в бой? Она? Она его удивит. Но больше поражала уверенность Рэя, а тот слов на ветер не бросает. Такеши все же согласился. Новый бой. Трибуны шумят, а на арене стоят две девушки. хананы и Лиция. Что? Решила принести игрушки? С насмешкой выпросила блондинка, что на несколько лет была старшей героиня. А ты что, испугалась? Ответила Харуна ей в тон. Смеси пока можешь. Недолго осталось, они, ведь все равно не помогут тебе. Рад девушки растянулся в действительно широкой улыбке. Настолько, что это было ненормально и по мнению медика. И в этот раз бой начал оппонентка, но в этот раз Кунаичи успела среагировать. Девушки обменялись парой ударов и снова восстановили дистанцию. Сакура улыбнулась. Что ты улыбишься? Лицо оскорбилась. Мало того, что какая-то малявка смогла парировать ее атаку, так она еще и улыбится. А что, «Нельзя?» — Сакура ответила уверенно. Девочка точно знала, что уже ранила врага, но вот держать причину своей радости в тайне оказалось непросто. Нужно было что-то придумать. Какая ты нежная. Не можешь простить врагу даже улыбку? Та сделала еще выпал. Сейчас же Харуна уже знала, что предпримет ее враг. Не зря же она наблюдала за ее первым боем. Она ловко увернулась от ее атаки и ногой оттолкнула ту. И это все. Старуха. Лица впала в ярость, и Кунаича пришлось попотеть, чтобы увернуться от ее ударов. Но в какой-то момент, она сначала замедлилась, а потом и вовсе остановилась. «Какого черта? Что ты сделала?» Девушка запаниковала. Ее тело совершенно ее не слушалось. «Повезло, что она так разошлась, не уверена, что мне бы хватило чакры». На еще несколько таких выпадов честно проанализировалась ситуация Шиноби. Ты просто не рассчитала свои силы. Выдохлась. Не неси чепухи. Ира выпалила та. Но резко ей стало хуже, и она присела на одно колено. Что это за техника? Все просто. Ты проиграла. Нет. Я могу. Но ее попытка подняться лишь еще сильнее истощила ее. Лица и окончательно упала. Судья немного подождал. Победитель Ханаон! Девочка уставшая но довольная собой, пошла к своим. «У нашей команды еще будут бои сегодня?» — спросила она, пока ребята помогли ей дойти до комнаты. «Да. У Сина, вроде», — ответил Урн. «Хорошо». Она поняла, что нужно быть наготове, что поспать ей сейчас не удастся. Через двадцать минут. К Харуна влетел Кацу. Ханаун. Скорей. Он был очень встревожен, если не напуган, Зеленоглазая тут же подорвалась с места. Но эта резкость отдалась ей потемнением в глазах и головокружением. Я еще не восстановилась с досадой, поняла она. Пару секунд и девочка пришла в норму. «Ты в порядке?» Блондин понял, что еще не пришла в себя после боя, но Ханаан была единственной, кто сейчас мог ему помочь. «Да. Что стряслось?» Она ухватила парня за руку и поспешила на выход. «Сина в бою серьезно ранили». Кратко ответил он. Куда? Как сильно? Теперь они поменялись местами, и уже он вел ее за собой. В живот. Удар прошел насквозь. Сакура никогда до этого не имела дел со сквозными ранениями, и даже если бы она полна сил, Кунаичи не давала бы гарантии, что справится. А сейчас и подавно. Где Урахара? Она сразу вспомнила о нем. Если он не сможет сделать все сам, то хотя бы поможет. Он оказывает первую помощь, но толку-то. В голосе парня звучало отчаяние, а Сакура поняла, что кроме этого горе медик ни на что не способен. Боже! Все, что смогла выдать из себя девочка, когда увидела парня. Он лежал на пустом столе, а из-под него продолжала сочиться кровь. Она тонкой струйкой стекала на пол. У меня слишком мало чакры. Так или иначе, нужно было действовать. С горем пополам ей удалось остановить кровь. Чудом она заставила себя разрезать рану, чтобы убедиться в целостности органов. Но и тут ее ждала неудача. Печень несчастного был сильно повреждена. Син умер от сильного внутреннего кровоизлияния и Харуна ничем не смогла ему помочь. Утакаты взглядом показал девушке следовать за ним. «Ты разочаровал меня, Ханаун!» Прямо с порога заявил Рэй, стоит к медикам спиной. Но, Начало было говорить Сакура, на что лидер просто поднял руку и Токата закрыл ее рот рукой, чтобы она замолчала. Она не понимая, почему ей нельзя все объяснить, посмотрела на наставника. Он напряженно покачал головой. «Идем. Ты должна принять наказание за свою непригодность». Его слова прозвучали как гром среди ясного неба для девочки, ведь ее вины, по сути, не было. «Пятерка людей». Лидер, два врача и еще двое ребят, что они встретили по дороге, прибыли в небольшую комнатушку, что больше походило на чулан. Ты показала себя неплохо на арене и за это я позволю тебе жить. Но ты не справилась со своими основными обязанностями. Двое ребят взяли ее под руки, держа, посадила на корточки. Они знали, что сейчас будет и поэтому продолжали держать ее. Но Рейсенун. Достаточно. Мужчина достал хлыст и дал волю своей злости. Прозвучал звонкий удар. А! -а, -а. Сакура подалась вперед. Такой боли она при всем желании не могла припомнить. Еще один удар. И девочка почувствовала, как плеть рассекла ей кожу на спине. Она зажмурила глаза, но слезы все равно просочились. Новый удар. Она с трудом сдержала вскрик, с силой прикусив свою нижнюю губу. Снова удар. Она уже была не в силах сидеть, на коже растянулась еще одна рана. Мужчина увидел, что через ткань уже сочится кровь. Запомни. Твоя главная задача — следить за здоровьем остальных. Он понял, что если продолжит, то это ему уже аукнется. Увести. Грубо приказал лидер ребятам, что ее держали. Те быстро выбежали, опасаясь его гнева. А ты? Лучше смотри за девкой. Обучай и наставляй на правильный нам путь. Ты понял. Утаката просто кивнул и тоже поспешил покинуть своего хозяина. Харуна с трудом пришла в себя. Несмотря на оказанную первую помощь, боль продолжала мучить ее. Да и сон в таком состоянии совсем не шел. Такими темпами от меня скоро живого места не останется. Нужно придумать, как эффективнее использовать чакру. Спина в очередной раз напомнила о себе колкой болью. Девочка постаралась залечить ее при помощи техники, но выходила из рук вон плохо. Как бы она ни старалась, она просто не могла дотянуться до всей своей спины. Она уже так устала. Организм устал сопротивляться, и ее нервы потихоньку начали сдавать. Глаза слезились, и как бы Харуна не пыталась себя унять, слезы продолжали литься из ее изумрудных глаз. А еще лучше бы было как-то ее откладывать. Вот только как бы это? Ее внимание привлек все тот же стакан с водой. Она собрала силу воли в кулак и все же успокоилась. Точно. Если создать нечто подобное у себя внутри, то и будет, куда откладывать чакру. Девочка сосредоточилась. Она думала, где бы найти в своем теле достаточно места для подобной задумки. Поскольку она еще и сама не знала, как и что толком будет, Сакура решила сделать резервуар ближе к сердцу. Он оказался больше, чем она рассчитывала. Хотя это не было проблемой, ведь из-за близости к сердцу заполнить его было достаточно просто. Можно будет создать еще несколько, если этого мне не будет хватать. Турнир подошел к концу, и победители разделили награды между собой, а после снова разлетелись по миру. Норы вновь переменил свое место пристанище. Теперь же он предпочел скрыться на самом юго-востоке стран огня. Харуна решила осмотреться. Вдруг в этой части мира ей удастся найти новые травы, с которыми можно будет работать. Кроме того, ее запасы поубавились. Она с улыбкой припомнила последнее использование своего яда. Иммунитет – дело важное. И если девочка окончательно решила заниматься этим, то необходимо обезопасить не только себя, но и своих. На это она и потратила большую часть своих припасов. Конечно, можно было придумать куда хитроумный способ чем банальное добавление в еду, но у Харуна просто не было идей по этому поводу. Девочка блуждала в негустом лесу недалеко от убежища. Она помнила, что скоро нужно будет вернуться, поэтому торопилась. Чей-то тяжелый вздох из кустов прервал ход ее мыслей. Сакура без задних мыслей решила взглянуть кто же это. На звериный вдох не походил. Да и она взрослая тоже, может поэтому она не опасалась засады, Отодвинув ветку зеленоглазой увидела девочку лет десяти. Она была неестественно бледна, а ее щеки пылали нездоровым румянцем. Ребенок. Кунаича понимала, что если приведет больную без спроса ей самой это может выйти боком. Но, как медик, она сразу подметила, что та совсем плохо и если Сакура ее проигнорирует, то та, скорее всего, умрет. Черт побери. Она все же решила рискнуть. А она тяжелее, чем выглядит. Харуна не рассчитала свои силы, да и спина периодически напоминала о себе. «Давай приходи в себя. Обидно будет, если ты все же умрешь», — попросила Харуна у незнакомки, пока меняла компресс на ее голове. Девочка отдыхала на кровати, а ее длинные рыжие волосы были раскинуты по подушке. Сакура не смогла отказать себе в удовольствии потрогать их. «Красивые. Эх. Мне бы тоже не помешало, наверное». Два года спустя. Утро Харуна началось задолго до того, как всходило солнце. Она уже больше года не позволяет себе вставать позже пяти часов утра. Первым делом девушка умывается, собирает волосы и шла на обход к тем, кто ранен. И только после этого приводит себя в порядок. 30 минут медитации. 30 минут на сбор чакры очередной резервуар. Ничто в это время, как правило, ее не отвлекало. После этого упорные тренировки, на которые девушка тратила от полутора до трех часов. Все было детально продумано и отработано, как часы. Она уже точно знала, на что способны ее тело и где ее предел, но каждый раз Кунаичи ставила цель выйти за рамки. За эти два года она смогла достигнуть достаточно многого и как медика, как мастер ядов. Порой эти две грани пересекались. Она не брезговала использовать опасные вещества в лечении своей команды хоть те и не знали об этом. Но также от физического развития не отставал ее ум. Она не раз давала действительно хорошие советы. И не раз ее анализ ситуации выручил их команду из передряг, как и с соперниками, так и с официальными шиноби. За эти два года девушка из маленькой девочки выросла в стойкую самодостаточную личность, что могла противостоять любым проблемам. Сейчас ее мнение так же важно, как и у или лидер не стеснялся советоваться с ней. Ее признавали и даже где-то опасались. Когда Ры покидал убежище именно Харуна оставалась за главную. И у нее не было проблем с командой. Уж кто кто а они уже успели ей задолжать. Она стала немного выше, женственнее, а ее волосы в распущенном виде полностью прикрывали ее спину. Также в одежде она ловко комбинировала женственность с практичностью. Темно-синяя жилетка, что была на пару размеров ей велика, собранная поясом, хорошо подчеркивала ее талию. В нижней части она чаще предпочитала шорты юбкам, хотя ими не брезговала. Но это была ее повседневная одежда. Но арену жилетку сменял топ черного цвета и свободно сидящие штаны. Ничто не должно затруднять ее движение в такой ответственный момент. Перед всеми обоями она собирала свои волосы в высокий хвост и уже после пучок. Это движение было отработано до автоматизма, и Сакура могла спокойно обходиться одной рукой. Сейчас девушка принимала душ после проделанной работы, хотя она бы скорее предпочла насладиться ванной, но вы, таких утопсдов здесь не было. Ханаон. Послышался девичий голос за пределами комнаты. Она вздохнула. Опять кому-то от нее что-то нужно. Подумав и прикинув варианты, Сакура поняла, что скорее всего Тринва пришла за указаниями к тренировке. Закрыв воду и накинув с неохотой полотенце, Харуна вышла к ней. Что? Голос девушки был холоден, хотя так играли нотки раздражения. Уж очень розового волосы не любила, когда ее отвлекают. Перед ней стояла девочка немногим ниже ее самой. На ней также была жилетка и шорты, хотя Сакура отчетливо помнила, что еще вчера она ходила в другой одежде. Она что, копирует меня? Невольно пронеслось у нее в голове. Я насчет трени. Замялась рыжая, теребя в руках прядь волос. Зайди ко мне через полчаса, недовольно проговорила медик и хлопнула дверью прямо перед ее носом, не давая что-либо сказать. Очередная подготовка к турниру. В этот раз принимающей стороной были они сами. Иринва усиленно готовилась к нему. Как ей было велено, она пришла через полчаса. Порой такое отношение со стороны Харун очень бесило девочку, и она решила, во что бы то ни стало превзойти ее. Хотя бы в бою. Вот только ее так и не назначили в команду. Бой были уже в разгаре, а Сакура за сегодня уже отстрелялась. Очередная победа для нее была не проблемой. Она стала достаточно изобретательной, чтобы не повторяться с приемами и уловками. Теперь соперники не знали, чего от нее ждать. Ох, сколько же мороки доставляли ее яд врагам. Харуна заметила знакомую физиономию, но в этот раз он прибыл с новым сопровождением. Арчмар ушел с молодым брюнетом. Опять он. Девушка со скучающим видом продолжила наблюдать за боем. Она часто забиралась под самую крышу, подальше от чужих глаз. Гостям на этот балканчик было запрещено заходить, а местные предпочитали готовиться к грядущим боям. Так и выходило, что девушка почти всегда была там одна. Почти. Но не только она заметила гостей к работодателю. Такеша узнал Тареника рядом с Арчимару. И он прекрасно знал, что Рэй пойдет к нему навстречу. Не стоит сегодня выставлять Ханау. Парень может взломать печать. Предупредил Брюнет, когда босс проходил мимо него. Эта информация заставила его остановиться. Они были в одной команде в Канохе. Сразу пояснил подчиненный. Как тюсен мир. Все что проговорил Ры, продолжая путь. Хоть Такеши этого и не видел, но Рыжий был не слишком трат такому стечению обстоятельств. Он планировал сегодня заполучить редкий кикегинкой, Выставив своего лучшего бойца, а теперь это было под вопросом. Да. Хоть Сакура уже это участвовала, но босс мог спокойно поставить ее в бой снова. Арчимару, не часто ты посещаешь подобные места. Что? Тоже ищешь таланты? Весьма доброжелательно поприветствовал хозяин места. А этот юноша, твой боец, никогда не понимал, зачем ты задаешь вопросы, на которые уже знаешь ответ, рый Санин, как всегда, искал по тексту в словах собеседника. «Хорошо. Тогда я отдам приказ о следующем Б». Саски неторопливо вышел и пошел в сторону арены. Сакура заметила его. «Гюлянь! Похоже, змея сюда прибыл за пополнением». Такеши был действительно заинтересован этим боем, но он понимал, что если этот мальчишка заметит его, у него будут проблемы. «Неинтересно!» Кратко ответила зеленоглазая, желая пойти заняться оттачиванием новой техники. Очень зря. Этот парнишка может много чего интересного показать. Останься, посмотри, цветочек. Настоял мужчина, что было редкостью с его стороны. Девушка закатила глаза, но все же вернулась. А он же напротив, ушел. Кунаича облокотила руки об ограждении и подперла голову. Ей было скучно. Но когда она увидела, как ожирился зал, когда боец Рачимару вышел на свет, она поняла, что сейчас будет что-то занятное. Дамы и господа! Сегодня вас ждет необычный бой! Одна из наших воительниц будет драться против. Он нарочно затянуто замолчал. Одного из последних изучих учихи, Саски! Итак, наша прекрасная Сакура против Саски. Саски замер в ожидании: Неужели он нашел ее? Спустя столько времени, стольких попыток! Она здесь в качестве бойца, а значит победен ее, она уйдет с ним. А после, он смог бы вернуть ее в Канаху. К ее друзьям, домой, к семье. Но на ринг вышла совершенно другая девушка. Да розовые волосы. Хотя скорее белые с розовым отливом. Да зеленые глаза, но совершенно другой формы. Узкие, невзрачные. Это не его Сакура. Его? Когда он начал думать о Кунаичи в таком ключе. Он и сам не знал ответа. На удивление бой был весьма затяжным, чего -чиха, очевидно, не ожидал. Он даже в какой-то момент начал сдавать позиции. Вот и все. Она поймала его. Тихо сказала она сама себе. Харуна внимательно смотрела и видела, что от этого приема парень просто физически не сможет уклониться. Но он сделал это. Что? Как? Как он это сделал? Шиноби невольно подалась вперед, будто бы это помогло ей понять, что произошло. Шарингом. Спокойно пояснил Такеша. Она обернулась на него, он как обычно стоял со сложенными на груди руками и почему-то ухмылялся. Как давно он там стоял? Да и зачем вернулся? Хотя неважно. Харуна не терпелось услышать пояснение. Его глаза позволяют практически предвидеть движение врага. Как же ее это взбесило. Она прекрасно знала, Сколько времени его оппонентка отдавал тренировкам, а он победит ее? Просто потому что? Потому что глаза какие-то особенные? Розовая волосы настолько крепко схватилась в поручни, что от злости смяла металл. Ладно, здесь все ясно. Такеша понял, насколько ситуация стала щекотливой. Если она действительно взбесится, скорее всего, она бросит ему вызов, а по местным правилам он не будет иметь права отказаться да и не захочет, скорее всего. Ее нужно увести до конца боя. Сакура взяла себя в руки. В конце концов, это не ее дело. А девчонка? Ну, не повезло, с кем не бывает. В конце концов, она всего лишь новенькая. Не часть ее команды. Когда она успела стать такой? Такой хладнокровной? А разве она была другой? Она уже не могла вспомнить ситуацию, чтобы она вела себя иначе. «К тому же есть дела куда интереснее. Нужно отработать новую технику. И тот, на ком она будет отрабатываться, уже тоже закончил все бои. У тебя, что, других дел нет? Если ты пришел к Ры, так иди к нему. Нечего здесь прохлаждаться». Привычным командным тоном строго проговорила она. И будь они наедине, он бы напомнил ей, кто есть кто, но сейчас здесь слишком многолюдно. «Да, цветочек, а это место сломало тебя». Пронеслось в голове у злодея, но он отчего-то ухмылялся. Он невольно находил в ней отражение себя. Сама девушка уже скрылась в проходе, но краешек ее волос Саски все же заметил. Мысли о бывшей напарнице не давали ему покоя. Может ли она оказаться здесь? Подумав об этом, все указывало на то, что скорее всего его Сакуры уже нет в живых или же она сидит где-то в заперти. Он слишком хорошо помнил в каком состоянии она была когда ее забирали. Он снова подумал, что она его. Нет, сейчас у него есть цели поважнее ее. Давай, Хамира, не ленись. Девушка видела, что здоровяк жалеет себя и ей, это не нравилось. Тот уже заканчивал программу, что она ему составила. Ты такая жестокая. С небольшой дышкой проговорил он, пока подходил к ней. Она улыбнулась. Если вам дать спуск, вы и на шее сядете. Ладно. Неважно. У меня для тебя есть задание. Ее голос стал заметно тише. Но я уже все сделал. Устало провыл тот, я желая отдохнуть перед завтрашним боем. Хих. Только ныть и можете. Такими темпами вас будут убивать как милю изгу. А теперь собрал яйца в кулак. И... Слушай. Твоя задача сейчас сконцентрировать чакру в бедрах и крах. Именно в мышцах. И пробежать так один круг. Четко проинструктировала девушка, делая акцент на важном. Брюнет немного обмозговает полученные указания и принялся за дело. То с какой скоростью он преодолел дистанцию, поразила и медика, и его самого. Он бы в жизни не подумал, что способен на такую скорость. Но как только чакра в ногах иссякла, парень свалился на землю со страшными возгласами. «Почему так жжет? Как больно!» Кричал тот, стараясь хоть как-то унять боль. «А вот и последствия!» Чакра выжигает мышечную ткань. Хм. Нужно будет что-то сделать с этим совершенно спокойно подумала она о результате. Не ори. Сейчас я разберусь с этим. Она не стала тащить брюнета в лазарет и решила действовать прямо на месте. Но у меня завтра бой. Тут в его голосе уже была слышна паника. Я же сказала с тобой все будет в порядке. При помощи целебной чакры Кунаичи быстро оценила масштаб повреждений. А это вариант. Если что подлечу еще в ее голове уже давно созрела еще одну меджуцу, но испробовать его не представлялось возможным. Она сосредоточила чакру на руке и постепенно собрала ее в небольшой шар по обе руки. Положив их на ноги потерпевшего, девушка убрала руки. «Что? Что ты делаешь?» Хамира никак не мог понять, что делала девушка, но, несмотря на то, что она его уже не касалась, он все еще чувствовал, как боль отступает. «Не переживай, я потом еще раз осмотрю тебя. Она присела напротив напарника. Техника завершилась, а осмотр показал, что все прошло как нельзя лучше. А теперь иди отдыхать. Парень неуклюже поднялся и в развалочку отправился к себе. Сакура была очень довольна результатами сегодняшнего дня. Если я могу так использовать чакру, то и с этой техникой не будет проблем. Она еще не знала, что это не ее личная разработка, а одна из коронных техник пятой Хакаги. Да и откуда ей было об этом знать, а точнее помнить. Когда врач вернулась к себе, она поняла, что ее трав стало слишком мало, пора бы пополнить запасы. Просить об этом когда-то она не собиралась, ведь ей каждый раз приносили не то. От сама она пока точно не сможет покинуть убежище. Как минимум пока идет турнир. Благо ждать осталось недолго. Вот только внезапно нагрянули нежданные гости в виде официальных шиноби, и турнир в срочном порядке пришлось прервать. Как только туман смог узнать об их местоположении, или же у кого-то завелась крыса? Всем левец на медосмотр послышался из динамиков голоса Рэя: С чего бы это?! выпросил Ирн, пока шел в сторону мед кабинета. Не знаю, может, случилось чего. Поддержал его любопытство его приятель. Постепенно народ собрался в указанном месте. Слушаем меня внимательно. Медик открыла дверь кабинета. Это самый обычный осмотр. Мне важно знать, кто в каком состоянии перед продолжением турнира. А также я должна знать, за какими травами и лекарствами мне стоит отправиться, исходя из вашего состояния. И кстати, у Такаты нет. Поэтому, мальчики, доскональный осмотр буду проводить ю. Сакура вернулась в кабинет и закрыла дверь. Ей было забавно от переполоха, что она устроила. Боже, можно подумать, я никогда мужских половых органов не видела. Они совершенно забыли о моем профессионализме парни на перебой друг друга начали обсуждать полученную информацию и в коридоре стоял страшный гул. То как каждому из парней было неловко, хоть они храбрились перед друг другом, было ощутимо по их голосам. Ирн. Наступила тишина, как в морге. Брюнет с трудом сглотнул, а на него лбу выступила испарина. Почему из всех именно он должен был стать первым? Набравшись мужества, он с трудом заставил себя зайти в кабинет. «Присаживайся». Она выдержала паузу в ожидании, пока парень так и сделает. «Я задам тебе несколько вопросов, а ты предельно честно и желательно с пояснениями ответишь мне на них». Тот кивнул, ощущая, как гора спадает с плеч. Его штаны останутся на нем. «Насколько часто ты занимаешься мастурбацией?» Харуна знала, что заниматься сексом парню здесь просто ни с кем. То, насколько быстро его и без того румяные щеки покрылись краснотой до самых ушей лишь еще сильнее развеселила Кунаича. «Я не делаю этого!» Невероятно пескляво прокричал тот. «Не делаешь!» «Это странно!» Сакура специально играл с ним. «Ты половозрелый парень с подростковым переходом!» «У тебя должна быть внезапная эрекция!» «Как же ты избавляешься от напряжения!» С каждым ее словом он все сильнее и сильнее желал провалиться под землю от стыда. У меня, меня, ее просто нет. Брюник не до конца понял слова эрекции, но счел, что это что-то нехорошее. Что? Тогда мне нужно осмотреть тебя. Снимай штаны. В этот момент он и покраснел, и побледнел одновременно. А вот его друг напротив показал свою готовность. Заметив это, зеленоглазая с трудом сдержала в себе смешок это и есть эрекции. Когда у тебя стояк, пояснила она. Парень моментально скрыл свой пах руками, а сам отвернулся, лишь бы не встретиться с ней взглядом. Итак, вернемся к вопросу. Так как ты избавляешься от своего подобного положения. Брюнет понял, что его прижали, и что еще в более неловкое положение он попросту не сможет попасть. Я делаю это три раза в неделю. Очень тихо и быстро протараторил он. Хорошо. С этим разобрались есть какие то проблемы которые беспокоят тебя да то что осматриваешь меня ты выпрял смущен он за что тут же получил подзатыльник послушай хорошо запомни я твой врач и я должна знать о твоем состоянии все ты даже не представляешь во что могут вылиться изменения в твоих половых органах вплоть до рака ты хочешь умереть зеленоглазый стал заметно серьезнее опрос с этого момента продвигался намного быстрее. Сакура поняла, что, как таковых у Ирны проблем нет. Она отпустила его. «Ну что там?» — громко спросил Кацу. «Она смотрит». Тут же добавил его друг. «Будет проще, если вы будете отвечать прямо и честно. Иначе, правда, будет смотреть». Ирн шаткой походкой пошел к себе. Он еще никогда не был настолько смущен. Ребята переглянулись между собой. Как же Сакура радовалась, что осмотрела всех парней. Играть ей порядком надоела, и под конец она уже была весьма монотонна. Ринва, девочка думала, что ее это обойдет стороной, ведь она не принимает как такого участия в боях. Но, увы, проходи ей, не бойся. Девочка интуитивно села напротив медика. У меня кровь, но сказать где она постеснялась, хотя вид у нее был напуганный розоволосая, поняла, что она не знает ничего об этом. Послушай, это нормально. Твое тело взрослеет и меняется. Оно показывает, что в скором времени ты будешь готова к оплодотворению. Это же относится и твоей груди. Ты становишься девушкой. Мне не нравится это. Она мешает мне. С ней неудобно. Пожаловалась она, когда поняла, что бояться нечего. Харуна устало вздохнула. Тебе просто нужно подобрать белье. Ты не хочешь иметь некрасивую не и грудь. Та быстро замахал головой. Я могла бы помочь тебе с этим, когда освобожусь. А так, есть какие проблемы. Но больше пожаловаться девочке было не на что. Собрав все нужные сведения, Кунаичи составила список трав. Благо ничего серьезного ты искать ей не придется и у нее будет достаточно времени для своего хобби. Девушка неторопливо шла на выход из убежища еще один резервуар наполнился. Сакура поняла, что нужно создать еще одно место, куда она будет понемногу откладывать чакру. По неопытности первые два были достаточно емкими, и занимал слишком много места. Если бы она создавала их сейчас, она бы распорядилась своими запасами иначе. Похоже, придется задействовать и голову. Она поймала свое отражение в стакане воды и улыбнулась. Хоть какой-то будет только от ее большего лба. Кацу, что ты здесь делаешь? Розоволоса удивилась тому, что у входа стоял блондин. «Равелел пойти с тобой для поддержки. С улыбкой пояснил блондин. Вот оно что. Девушка с невозмутимым видом пошла дальше. Значит, он не хочет отпускать меня без присмотра. Хотя она обернулась на молодого человека. Он не станет для меня помехой. Ну, так идем. И не отставай. Девушка набрала темп. Для Кацу это не было проблемой, он был весьма шустрым малым. «Как думаешь, как нас выследили?» Парень решил разбавить путешествие беседой. Ему нравилась Харуна, но говорить об этом он не пишил. Просто стеснялся. Она же занималась сбором растительности на земле. Какие люди? Что? В каком-то веке выбралась на божий свет, цветочек так же со своими людьми явились, будто из-под земли и он сам стремительно сокращал дистанцию с ней. На его пути встал блондин, что спрыгнул с дерева. А, так вы на свидание. Или потрахаться сбежали. С издевкой в голосе выпросил он, зная, что это совершенно не так. Знаешь, не всем быть такими озабоченными, как ты. Парировала медик, закончив свое нехитрое дело. Такого тона так и терпеть не стал. Брюниц Ракезом оттолкнул препятствующий в и добравшись до девушки попытался схватить ту за ворот. Она же ловко увернулась. Он же снова повторил попытку и снова провал. На третий раз уже Сакура хорошенько пихнула его и сама отступила назад. «В чем дело?» «Боишься отвечать за свои слова?» Ира выплял зеленоглазой. «Мне велели не трогать тебя. Какая мне жалость! Я бы с радостью избавилась от тебя!» Но ты нужен Ра, для его темных делишек. Ты просто засала. Этот тон дико бесил Харуна. А его дружки, что хихикали сейчас, лишь сильнее призывали ее действовать. Мгновение и Такеша уже пробивает с собой второе дерево, а когда он все же остановился, она была рядом. Не надо забывать, что ты не единственный, кто разбирался в ядах. Ее голос полный холодной яростью пугал многих, вот и сейчас на мгновение в глазах контрабандиста мелькнул он. И кстати, ты уже отравлен. Проговорила она, как только страх начал сменяться на злость. Девушка встала и подошла к Кацу. Уходим. И да. Между прочим, и у Кацу достаточно приличный член, чтобы хотеть его. Без тени сомнений и намека на смущение в голосе проговорила Кунаичи, чем выгнула в краску блондина. Он заметил, что только в его присутствии она позволяет себе подобную грубость. Что между ними? Вражда взаимная ненависть? Или что-то, что они не могут показать при остальных? Он изо всех сил старался думать, что не последнее. Перепрыгивая с ветки на ветку, юноша не заметил нападения. К отцу. Девушка едва успела перехватить его, защищая тем самым от куная. Облако. Он удивился тому, как сильно он отвлекся. Что будем делать? Он посмотрел на зеленоглазую. Не думала, что мне самой придется использовать эту технику. Так рано держись крепче. Девушка постепенно наполнила чайкрой ноги. Схватить их. Не дайте им уйти. Кричали Шиноби, бросая куна и сюрикены. Но им было их уже не догнать. Сакура смогла скрыться, причем не одна. С непривычки ей было не просто ориентироваться в пространстве. Она дважды чуть не перескочила ветку и столько же чуть не соскользнула с нее. Кажется, оторвались, она спрыгнула на землю в попытках отдышаться. Ее ноги начали гореть, словно были окутаны пламенем. Ова. Круто. Когда ты. Он только сейчас посмотрел на нее и сразу замолчал. Она хмурилась от боли, оперевшись рукой об дерево, а после вовсе села. Ханаун. Блондин сразу подошел к ней с желанием помочь. Но что он может? Он даже основ медицины не знает. Следи, чтобы к нам эмма эмма левая нога заболела сильнее. Я понял. Его наметанный глаз уже знал, где и как расставить ловушки. Девушке стоило только дать добро. Лечить себя всегда было самым нелюбимым из занятий для Харуна, но сейчас другого выхода она не видела. Мне понадобится немного времени, прежде чем мы пойдем дальше. Да и возвращаться с неполным припасом ей не хотелось. Чертовы официалы. Из-за приступа она с силой прикусила себе губу, чтобы сдержать стон. Надо же им было появиться именно сейчас. Гоняют нас как каких-то крыс. А мы и бегаем. Лечение шло плодотворно, хоть и медленно. Мне начать действовать. Кацу внимательно всматривался вдаль, то в одном направлении, то в другом. Нет. Я почти закончила. Девушка понимала, что теряет драгоценное время. Их и так отпустили ненадолго. А тут еще это. Кац увидел, что она обманывает. Видел, но все понимал. Если станет хуже, я подстрахую. Напомнил тот, хотя она и так об этом помнила. Она кивнула и начала подниматься. Их путь продолжился дальше. Полгода спустя. И что это мы тут делаем? С холодом спросила медик, когда увидела, что все ее подопечные сидят в столовой. Обсуждаем турнир. Говорят, что в этот раз будет непросто ответил один из присутствующих а то до этого было легко поддержал его товарищ а слышали у саймона новый медик напомнил протяжных хамира. говорят она неплохо и они будут использовать допинг Ирон посмотрел на сокору будто убеждая тут тоже заняться делом во первых не слишком умно со стороны команды саймона распространяться о подобном медик всегда есть и будет первой мишенью от нее быстро захотят избавиться, как от меня в свое время, хоть мы об этом молчали. А во-вторых, только идиоты будут полагаться на допинг. Почему? Спросили удивленно все, кто был в столовой. Потому что у него есть последствия. Допинг хорош на один раз. Но если использовать его постоянно, то побочка здорово подорвет здоровье. Сакура была раздражена тем, как они легко повелись на легкую добычу. Получалось, она зря все это время разрабатывала для них программы тренировок. А теперь бегом работать. Лодари. Ребята знали, что доводить ее лучше не стоит. Поэтому, как только она закончила говорить, они оперативно ретировались. Боже, ну идиоты. Фыркнула сама себе девушка, глядя на двери. Взгляд зеленых глаз остановился на Ринва, что почему-то решила, что к ней это не относится. А ты чего ждешь? Приглашение. Я хочу тебе кое-что показать. Необычно серьезно проговорила та. Что ж, пошли. Девушка отправилась к выходу. Рыжая последовала за ней. Опять, пойди, какая-то ерунда, как же ей все это надоело. Девушки вышли на открытую местность, и Ринва сразу приступила к делу. Она недолго концентрировала чакру, но не в какой-то определенной части тела, а скорее вокруг себя. Харума начала понимать для чего. «Остановись!» слышишь меня наставница занервничала когда поняла каким последствиям приведет ее новая техника но девочка упорно продолжала не обращая внимания мгновение раздался взрыв харуна отбросила волны горячего воздуха и она получила незначительные ожоги по всему телу но не это сейчас волновало ее она практически сразу поднялась и прыгнула к эпицентру как она и думала весь основной урон получила Самаринова. Она лежала на земле без сознания. Но. На ней не было ни единого ожога. У ее кожи был иммунитет. Значит, просто потратила много чакры. Недурно. Вот только Сокору сейчас интересовали каналы чакры подопечной не перебила ли их та. Она отнесла девочку к себе, после недолгого обследования ее догадка подтвердилась. Больше урон получила спины, а теперь понадобится время, чтобы восстановить их. Вот морока мне на голову. Турнир продолжился. Люди со всех концов света снова собрались в этих стенах. Сакура неторопливо шла после своих дел в кабинете. На ее пути была молоденькая девушка с светло-фиолетовыми волосами. Высокая и стройная, ее одежда больше бы подошла для подиума, чем для боев. Харуна хотела ее обойти, да и в целом она не зацепила ее внимание, каких только чудиков она до этого на турнире не видела. Но та не дала. Так это ты, медик Рысана, то ли с насмешкой, то ли с издевкой вопросила та. «А тебе то, какое дело?» В голосе девушки звучало высокомерие. Да вот, решила взглянуть на бывшую лучшую куна и чврача. Ее противный песклявый голосок действительно действовал на нервы, но Шиноби держалась молодцом. А после та засмеялась, а у Сакуры промелькнула мысль, что этим смехом можно было бы пытать. «Что? Даже не спросишь, кто я?» Очевидно, она пыталась хоть как-то вывести оппонентку на разговор. Ее раздражало, что она никак ей не интересуется. А Сакура вспомнила про допинг. Не интересуюсь дурами. Зеленоглазая силой убрала ее руку и все же прошла. «Что ты сказала?» Заверещала та, но Сакура даже не обратила на нее внимания. Вот-вот должны были объявить новый распорядок боев, ведь после последних событий многое изменилось. Когда ты убили, кого-то поймали, а кто-то просто сбежал. Ринва против Эссена. Девочка испуганно поднесла руку к рту. Медик прекрасно знала, что если физические шансы еще есть, то морально она совершенно не готова, как бы та ни пыталась доказать обратное. Схватив ее за руку, Харна силком начала вести ее к выходу. Но ведущий не закончил. И напоследок. Ханаан против Наки. Девушки быстро нашли друг друга глазами. Брюнетка со смуглой кожей, с густой копной темных волос, собранных в хвост, улыбнулась Харуна и кивнула ей. Сакура оголила свои зубы и махом голову указала на выход. «Кто это?» Удивилась Ирина в реакции своей наставницы. Она обычно так не реагировала на своих врагов. Старая знакомая. Улыбка так и осталась на ее губах. «Мне нужно переодеться». «Да, давай. Жду тебя на поле». Сакура была рада что спустя столько времени ей предстоит встретиться именно с этой девушкой в бою. Она быстро вышла из села на ступени, шедшей на поле. «Я думала, нас уже никогда не поставит друг против друга», — уведомила о своем появлении Наки. «Да, много времени прошло с тех пор», — с наслаждением припомнила врач. Она пригласила гостю присесть рядом, та не отказалась. «Но, как и в тот раз, я одолею тебя». В шутку начала бахвалиться Сахаруна. Да вот еще. Я все это время тренировалась, как проклятая. И уж точно не проиграю тебе. Уверенно проговорила брюнетка, подняв голову. А я, думаешь, сложа руки, сидела? Обе девушки засмеялись. Знаешь, более скромно начало та. -то. После того боя я поставила себе цель. Если выиграю, заберу тебя к нам в команду. Сакура не ожидала такого. Это такая редкость встретить кого-то похожего на себя в таком месте. Слово Наки тронули ее. Немного подумав, Сакура тоже решилась. Значит, если я выиграю, ты пойдешь со мной? Ее рука легла на плечо брюнетки. Та была удивлена такой реакцией и решению. Она была счастлива. Тогда неважно, кто победит, все равно будем вместе. То ли спросила, то ли утверждала Наки. Ну, знаешь. Я уже привыкла к своим оболтусам. Да я и в прошлый раз тебе уделала, что мне помешает сделать это вновь. Сакура сложила руки на груди. Ну да, конечно. Ты выиграла лишь потому, что я свалилась не полминуты раньше. Парировала мастер катаны. Они обе вновь захохотали. А ты видела ту, новенькую Саймоны? Ну и чудила? Куда она пришла? На показ мод. Снова залилась смехом девушка. Да уж. Ей явно тут не место. Еще и дрыщавая как шпалы мозгов, как у амебы. Теперь и Сакура тоже засмеялась в голос. Наки увидела девочку, что только что вышла из здания. Она знала, кто это. Ладно, мне пока. Она доброжелательно положила руку на плечо. Жду с нетерпением нашего боя. С улыбкой проговорила она, а после встала и вернулась к своим. Ладно, приступим. Девушка принялась нападать на рыжую, Та была полностью растеряна и поначалу пропустила немало ударов. Ну же. Соберись. На арене никто тебя жалеть не будет. Но та ни в какой не шла на контакт, и все продолжала уворачиваться. Тебе придется драться. Харума начала терять контроль над собой. Я не могу. Отчаянно выпалила та. Можешь. От этого удара сакуры дерево, что оказалось на пути, было выбито с корнями. Девочка испуганно обернулась. Да, Харна больше не шутит. Нехотя она все же включилась в бой. У тебя нет толковых стихийных техник. И лечить тебя ты не можешь. Все, на что тебе придется уповать это Тадюцу. Так покажи мне, что я не зря тебя спасла. Медик вновь нанесла удар, но была перехвачена. Девочка проскользнула под ней и ударила ту в грудь. Сильнее. Не бойся меня ударить. Зеленоглаза увеличила дистанцию. Но, Начало было кореглазое. Без но. Тебе повезло, что боя будут только завтра. Их спарринг был совсем недолгим, но он дал результаты. Ринва смогла преодолеть свой страх и все же оставила несколько синяков на теле наставницы. А Сакура все не могла избавиться от ощущения, что кто-то ей это напоминает. Но попытки понять, чтобы это могло быть, были четны. Новому дню новые дела! Так подумала девушка из листа как только открыла глаза. Она очень переживала за предстоящий бой. И за Ренва больше, чем за себя. Сегодня они только вдвоем будут представлять их команду. Да и боев будет всего ничего, ведь это окончание прошлого турнира. Бои начались. Иса был весьма в неплохом настроении. Еще бы. Против него выставили какую-то малявку, хотя он был на стороже. Все же командоры не раз удивлял за последние пару лет. Ринва же выглядела серьезной. Она была полна решимости принести победу и положить на это все свои силы. Начали. Послышалось из динамиков и оба шиноби сорвались с места. Иса нанес удар ей в голову, решив по-быстрому избавиться от девочки, но та ловко увернулась и сама нанесла ему удар по голове. И что? Это все. Сейчас, когда он смотрел на нее сверху вниз, мужчина вселял в нее ужас. Сакура видела, что та просто оцепенела. Ринва. Дистанции. Прокричала она во всю силу. Та моментально выполнила указание, и это спасло ее. Еще мгновение вместо пробитого пола оказалась бы ее голова. Мужчина тяжело задышал. В его глазах окружение начало плыть. Яд. Она травила меня? Но когда он... Он постарался сделать пару неуверенных шагов. Его мысли плыли. Не давая задержаться на себе. Он взглянул на Сакуру. Нет, она тут ни при чем, уж очень встревоженно она выглядела ли той, кто причастен к бою. Иса приложил руку к голове в надежде, что хоть как-то сможет сосредоточиться на Б. Бой. Точно! Почему девчонка выглядит такой растерянной? Разве его состояние не ее рук дело? Резкая слабость в теле заставила упасть лысого на колени. Сердце начало судорожно биться, при этом отдавая боль в груди. Он начал задыхаться. Что, черт возьми, с ним творится? Врача. Позовите врача. Громко попросила Ринва. Она хочет его спасти? Но зачем? Для чего она делает это? Он бы не стал ее жалеть. Может просто девочка еще никого не убивала до этого и не хочет, что он стал ее первой жертвой? В зале царила тишина, и лишь она одна молила о помощи. Пожалуйста. Он же умрет. Она посмотрела на его команду. Почему вы ничего не делаете? Почему вы ничего не делаете? Но сам Иса ее уже не слышал. Мужчина закрыл глаза и на этом для него все закончилось. Сакура сорвалась с места и побежала к Объяви Объявя конце боя. Строго и сердито требовала она. Ведущий посмотрел на нее, а потом на Ису. Да. Бой уже завершен. Закончили победила Ринва. Сакура сорвалась с места, схватив девочку на руки и устремилась прочь. Ту всю трясла. Она плакала из-за произошедшего. Я не хотела. Я же ничего такого не сделала. Смотрела девочка, в глаза наставницы пытаясь оправдать себя. Больше всего она боялась увидеть там презрение. Я знаю. Ты тут ни при чем. Это все вина допинга, которые он, очевидно, принял перед боем. Она поставила ее на землю и положила руку ей на голову. «Знаю, что произошло, оставят отпечаток на тебе, но тебе придется принять то, что ты тут ни при чем. И все остальные ребята не будут презирать тебя за это». Рыжая заметно воспрянула духом. Она кивнула, при этом вытирая слезы. «Иди, попей воды и отдыхай». Это был самый настоящий приказ. Харуны не нравилось так обращаться к ней, но сейчас это была необходимость. На глазах Ринова снова появились слезы. Харуна нехотя обняла ее, понимая, что ей это нужно, возможно, больше, чем когда-либо. «Все. Иди. Мне нужно готовиться к бою». Ей было тяжело говорить это, но она должна дать понять, что Ринва должна очерстветь, иначе она погибнет. Кореглазая кивнула и все пошла выполнять указания. «С тобой так не сусюкались. Не боишься сделать хуже?» — выпросил без эмоций у Таката, глядя вслед девочки. Сакура оставила этот вопрос без ответа. Как она и сказала, она пошла готовиться к своему бою. Нужно хорошенько размяться и подготовить оружие. Ее взгляд остановился на мече, а точнее на отражение ее же глаз в нем. Наки сильная соперница и пренебрегать ее силой будет главной ошибкой. Нужно готовиться ко всему. Бо уже давно начался, но обе кунаичи стояли на месте. Каждая ждала, пока другая сделает первый выпад. У кого первый сдадут нервы, та и проиграла. Что так и будем стоять? Смотри, они уже возмущаются. Самодовольно проговорила брюнетка. Так нападай. Или ты не уверен в своих силах? Парировала в тон сакура, совершенно не обращая внимания на недовольные крики толпы. Она не повелась на провокацию. Наки поняла, что уловки не сработают, а если они так же будут и дальше стоять, то их обеих признают проигравшими. Как ты только выдерживаешь это давление. Для Наки на мгновение Сакура начала выглядеть как неприступная скала. Ее совершенно ничего не волновало вокруг нее. Есть только она и брюнетка. Вот эта концентрация. Похоже, я уже проиграла, она улыбнулась. В любом случае тянуть больше. Нельзя. Девушка ринулась в бой. Ее атака была парирована, хоть и с трудом. Не теряя секунды, Сакура контратаковала и также была парирована. Недурно, Наки. Девушки одновременно вернули дистанцию, если Наки решила обдумать свой следующий шаг, то Сакура сразу перешла в нападение. Удар. Удар. Еще удар. Наки уворачивалась, пока спиной не ощутила стену. Что? Она была уверена, что на еще один отскок еще есть место. Этого хватило Сакури, чтобы приставить свой меч к ее горлу. Победила Ханаон. Заорал ведущий. Девушки обменялись рукопожатием. «Добро пожаловать, Наки!» «Спасибо!» Очередной турнир подошел к кону. Командиры взяла на этот раз немалый куш. У Ренва появилась своя комната, достаточно хорошая награда за один бой. Ребята немного позавидовали девочке, но заострять внимание особо на этом не стали. Многим поучаствовать так и не удалось, и на это были причины. Кому-то не хватало мастерства, кому-то силы, а кто-то был не слишком здоров. Сакура же получила несколько прелюбопытных для нее свитков с техниками и деньги, что она разделила между подопечными. В общем, никто не остался с пустыми руками. Наки достаточно легко влилась в новый коллектив. Еще бы с ней было легко общаться, она была весьма разносторонней личностью. Парни быстро начали спорить, о том, с кем-то будет, но брюнетка быстро уладила этот момент. Ей уже давно нравился Ирн. Она не пропускала ни одного матча с его участием и болела за него, даже когда он дрался против ее старой команды. Ирн же был удивлен такому развитию событий. Нет, Наки, конечно, ему тоже была симпатична, но он не строил иллюзий. Тот же Кацу, по его мнению, подошел бы ей куда больше. Но сердцу, как говорится, не прикажешь. Ребята собрались в зале, где Рэй устроил для них праздник. Хорошо поработали. В этот раз мы утерли нос всем. Он поднял стакан. Порвем всех. Хором прокричала клик команда. Народ разбился на небольшие компании по интересам и дальше праздновала в том же духе. Стоял громкий гул. Что если нам сделать оружие общим? Харуна стояла у стены, недалеко от Рэя наблюдала за парочкой брюнетов. Нам с киринова было бы в разы проще подбирать его под бой. А что думают сами девчата по этому поводу? Порой было видно, что он немного охмелел, но все еще в своем уме. Если они согласятся, то я не вижу в этом проблемы. Улыбнулся тот. Отлично. Тогда займусь разработкой печати под это дело. Кацу с энтузиазмом отшатнулся от стен и весьма шаткой походкой отправился к выходу. Как можно было так напиться с пары стаканов? Уголок рта Сакуры поднялся, пока она провожала его взглядом. «Есть еще кое-что, что я хотела бы с тобой обсудить. Как ты знаешь, у Ринвы есть одна интересная техника. Мы могли бы ее использовать в качестве связи друг с другом на случай чрезвычайных ситуаций. А она справится. Здесь Ры уже засомневался. Мы работаем над этим, и могу сказать, что есть неплохой прогресс. Она может». Охватит более 30 человек и поддерживать связь более трех часов. Этого больше, чем нужно. Недурно! удивился Утаката. Что и требовалось от тебя ожидать. Я бы и не подумал использовать ее технику в таком ключе. Ты же не только нашла для нее применение, но и смогла объяснить ей, как усилить ее влияние. Он довольно закивал. Главное, чтобы с ней после этого все было в порядке. Остальное на твоей совести. Сакура решила, что ей больше нечего делать в зале решила, что было бы неплохо пойти отдыхать. Ей уже давно хотелось спать. Мне нужны Кацу и Хамира. Пойдем за травами. Опять? Рыб был явно не в восторге от просьбы. А ты думаешь на лечении такой аравы не нужны средства? Я вообще удивляюсь, как вы обходились раньше без меня? Эти оболтусы постоянно попадают в переделки. Постоянно. Я уже не помню, когда выдавался хоть один день без происшествий. Ладно. Ладно. Идите. Ру не ожидал такого давления от девушки. Видимо, дело и впрямь не так радужное, как он это себе представлял. Она молодец. Решила его от стойких заморочек. Ринва пойдет с нами. Заодно и попрактикует свою технику. Твердо заявила врач. Глава кивнул. В ближайшее время команда ему была не нужна. Только не попадитесь! строго потребовал он. Есть! Четко ответила вся четверка. Сбор трав был несложным занятием обычно, если бы не одно, но некоторые из них, очень важно для изготовления яды, росли достаточно далеко от этих мест. И чтобы добраться до них, нужно пересечь несколько границ, а с этим всегда были какие-то проблемы. Вот и в этот раз не обошлось без приключений, но к счастью, лишь на обратном пути. Черти! как они нас вечно вынюхивают. Злобно подумала Сакура. За вами хвост? Настороженно спросил Хамира. Сакура совсем забыла, что ее мысли больше не принадлежат ей одной. Да. Разделяемся. Кацу со мной. Хамира, Ринва, возвращайтесь в штаб Кацу, что был в поле зрения. Просто кивнул. Но что если на вас нападут? Предостерегал Брюнет. Мы сможем и отбиться и скрыться в случае, если силы будут неровны. Хорошо, Хамира и Ринва начали уходить ожнее. Похоже, мы все же смогли оторваться. По голосу Ринва можно было понять, что ей не просто поддерживать эту технику на большом расстоянии. Хорошо, продолжаем возвращаться в штаб тем же составом. Ринва, можешь прекратить технику. Раздала указание Сакура. Но! Что если кто-то потеряется? Эта упрямая девчонка часто не слушалась, но сейчас Харуна не могла ей потыкать я предусмотрела это. Спокойно пояснила Сакура. Хамира, что был с рыжей, кивнул той, в знак согласия слов командира. Поняла. Сдалась все же Ринва. Техника прекратила свое действие. Ринва ослабла. Если что Хамира позаботится о ней. Блондин видел, что его напарница переживает за ученицу. Впереди у шиноби увидели разрушенный мост, а на одном из его краев кто-то лежал здесь был бой. Сразу предположил парень. Да. Идем, но осторожно. Шиноби приступили к действиям. Они оба быстро оказались рядом с незнакомкой. Похоже, внизу идет бой. Кацу аккуратно взглянул вниз, а после вновь подошел к спутнице. Кто там? Шиноби Канохи какой-то темноволосый парень. Темноволосый парень? Удивилась она. Возможно, напарник это или отступник листа. Но то, что Кацу не узнал его, это странно. Девушка села рядом с жертвой и расстегнула ее плащ. «Что ты?» — с трудом вопросила Карен. «Молчи!» — шикнула на нее медик. Девушка была слишком в тяжелом состоянии, чтобы тратить силы на разговоры. Несомненно, рана была нанесена одной из техник стихии молнии. Так что там за темноволосой. Сакура также аккуратно посмотрела вниз. Она узнала эту прическу ежом. Уж очень ей не понравилось, насколько легко ее обладатель победил на арене благодаря своим глазам. У Чихасаски, нам бы убраться отсюда, по-хорошему. Похоже им сейчас не до нас. А мы можем извлечь из этой ситуации выгоду. Кунаичи вновь оказалась в рыжем Узумуки. Сакура не стала, с ней церемониться. Она вонзила в рану пару пальцев, чтобы точно понять, насколько серьезно раны и какие органы внутри повреждены. Кхао, выкашляла из себя девушка с кровью. Как же ей сейчас было больно и еще сильнее и страшно, ведь она понятия не имела, кто эти двое, и что хотят с ней сделать. Но Узумаки невольно использовала свои способности сенсора. Ее чакра. Кажется знакомой. Но такой холодный. Ход ее мыслей был плавный и тягуч. Сакура приступила к делу. Почему она помогает мне? Она знакома с Саске. Преступница начала чувствовать себе намного лучше. «Зачем ты это делаешь?» Занервничал Кацу. Он видел, во что одета девушка и знал, что это может потом выйти им же боком. «Не отвлекай меня и лучше следи за теми!» Строго потребовала Харуна. Брови Кацу поднялись, он почувствовал, как пот стекает по его виску. Конечно, не каждый раз они оказывались в такой щекотливой ситуации. «Я закончила. Но лучше тебе пока лежать. Почему? Почему помогаешь мне?» — выпросила Карин, куда бодрее. «А лучше будет, если ты тут сдохнешь». Она поднялась. Ее строгий взгляд был направлен в сторону. «Не люблю, когда предают». Уже сухо ответила она для пострадавшей. «Теперь мы можем идти». «Да. Уходим. Держись за меня». Сакура подпитала свои ноги малым количеством чакры, чтобы только хватило на быстрый уход из этого места. Сакура Чейн. Громко вопросил блондин, увидев лишь небольшую часть ее хвоста. Брюнет удивленно тоже посмотрел в ту сторону. Хоть его зрение было далеко от идеального, но он тоже смог разглядеть пряди нежно-розовых волос, что развивались на ветру. Но Кокошина, из-за которой Наруто и Кокоши пришли в это место, не успели ее увидеть. Она ушла. Сакура. Лиша успела крикнуть блондинка вслед. Как бы ей хотелось вновь увидеть подругу поговорить с ней, обнять. Но главное, она жива. Ты уверен, что тебе не показалось? Выпросил Какаши. Он сомневался, что возможно такое совпадение. Уверен. Когда я шел сюда, я ощущал присутствие кого-то похожего на Сакуручан. Четко и уверенно ответил Наруто. Саски молчал. Он не знал, что ему на это сказать. Или же просто не хотел делиться своими мыслями с окружающими его людьми имеет ли теперь это хоть какое-то значение для него, но он был уверен, что, если Харун решится мстить ему, это не будет большой проблемой. И все же, может, объяснишь, для чего ты спасла ее? Кац знал, что она не сказала истинные причины. Подумай сам. Она члена Кацки и ее предали. Кнаха наверняка заберет ее к себе в плен. Или как у них там? Неважно. Она сможет стать хорошим источником информации. А если не будет дурой, то возможно, возможно, и обзаведется домом. А затеили затеяли что-то серьезное и только официалы смогут им что-то противопоставить. Да и то, с какой неохотой нас преследовали. Что-то будет. Блондин улыбнулся. Ему нравилось, что он знает девушку чуть больше, чем остальные. Ребята вернулись в убежище. Четвертая мировая война Шиноби. Всем собраться в зале. Одним голос лидер оказался нервным, другим же его вовсе тревожным. Так или иначе, его подчиненные постепенно начали приходить в указанное место, переговариваясь между собой. Официальные деревни хотят, чтобы мы приняли их сторону в надвигающейся войне. Строго проговорил он, желая услышать мнение своих подчиненных. Не за бесплатно, разумеется. Правда? Неужели они, наконец, признали нас? Восторженно протаратурил Иринова. «Держи карман шире! Ты слишком наивно рингочен! Они просто хотят использовать нас! А как все кончится, то либо сами нас добьют, либо по тюрьмам попрячут!» Хамира явно не доверял Шиноби. После его слов начался жаркий спор, по ходу которого народ разделился на два лагеря. Старший медик лишь вздыхал, понимая, что ему самой монополии будет делать особо нечего. Наверное, поэтому был ближе к противникам присоединения, чем к тем, кто за. Зеленоглазая также отмалчивалась, но в отличие от коллеги старалась проанализировать ситуацию в целом, несмотря на шум вокруг. Ханаан. Лидер заметил, что девушка стоит в стороне. Она подняла на него свои глаза. Услышав голос Рэя, все дебаты прервались, а взгляды присутствующих устремились на девушку. Я считаю, что мы должны помочь. Я бы даже сказала, что нам это жизненно необходимо. Да с чего такая забота? Хамир был уверен, что кто-то, а Ханаан точно примет его сторону. Просто подумай сам. И вспомни, сколько за нами было косяков за последнюю пару недель. И что? Официалы просто закрыли на это глаза. Тот кивнул, предполагая, что так оно и есть. Нет, мой дорогой. Им просто не до нас они очень заняты приготовлениями к грядущей войне. И ты не хуже меня знаешь, впрочем, как и все здесь, кто такие Акадские. Многие из присутствующих вспомнили Сасари. Но если это вас не убедило, то у меня есть еще аргумент. Пять великих наций собрались сражаться бок о бок, чего раньше никогда не было. Они готовы забыть старые обиды и защищать друг друга. А тот факт, что они просят помощи у нас, преступников, без призорников, да и просто никому не нужно их, говорит о том, что дело впрямь плохе. Проиграют они, а укнется всем нам. Так что хватит ныть! У нас появился шанс показать, что они зря нас с грязью мешали упускать его, мы просто не имеем права. Девушка довольно выдохнула, ведь даже Хамира понял, что она права. Шиноби командеры достаточно оперативно выдвинулись к альянсу хотя сам Рэй решил, что он останется в убежище вместе с Утакатой. И снова всю ответственность повесили на меня? Как же достала! Несмотря на ход мыслей, Кунаичи улыбалась и находила это забавным. Ей было не привыкать. Она обернулась на остальных. Такими темпами мы не скоро прибудем на поле боя. Она точно знала у кого какой максимум в скорости. Значит так. Я пойду вперед и разведу обстановку и навыки врага, а после передам полученную информацию вам. Остальные просто кивнули. Не то чтобы им было все равно на девушку, но перечить ей, как правило, было себе дороже. Справишься ли ты, Ханаан? Хамира не нравилось такое положение дел, но он также понимал, что скорее всего команда так медлительна именно из-за него. Девушка подпитала свои мышцы небольшим количеством чакры и практически сразу исчезла из виду. Нужно быть осторожнее с таким использованием чакры. Если перестараюсь, мне это выйдет боком. Напомнила она себе же. Все-таки побочный эффект был очень серьезен, чтобы не обращать на это внимания. Вдалеке послышался отголосок взрыва. Похоже, уже началось Харуна поторопилась туда пролетая над полем боя, она заметила, как шины закидывают двух других в бордовых мантиях, в марионетке. Кроме того на поле боя была уже ей знакомая кукла. Не может быть. Она приземлилась недалеко от конкура. Остальные шиноби насупились и были готовы перейти в атаку. Нет. Громко проговорился и желая остановить неизбежную ошибку. Команда обернулась на него. Это девушка Харуна Сакура, Кунаич из листа, что считается уже несколько лет пропавшей. Шиноби перевели взгляд на капитана. Он также смотрел на нее. Длинные волосы, что были собраны в высокий хвост, плавно развивались на теплом нежном ветру. Цепки, далеко не наивный взгляд зеленой изумрудных глаз внимательно смотрел на одну из марионеток. Ее интересовал один из тех, кто был внутри. Конкура узнал в ней ту девочку, что была на экзамене, что не испугалась Гары, который уже был наполовину шококу. То, что была готова ценой своей жизни защитить товарища по команде. Я скажу это лишь один раз. Ее голос был холоден, надменен строк. Проиграете вы, а достанется всем. Поэтому я и мои люди решили принять в этом участие. Но. В одной из этих кукол человек, что оказал на меня неизгладимое впечатление и перевернул всю мою жизнь. И, как я вижу, не одна такая. Она кратко посмотрела на командира а после перевела взгляд на марионетку, в которой был Сасари. «Возможно, я поступила не слишком красиво, но когда вы забрали у меня свои свитки, я уже успела скопировать их себе, Сасарисон. Читая ваши труды вновь и вновь, каждый раз я поражалась гениальности их автора. На их основе я смогла создать очень много различных техник, как боевых, так и целебных. Так что выходит, что вы мой наставник, хоть и сами того не знали. А еще это значит, что ваше наследие будет жить достаточно долго. Прославлять ваше имя и после вашей смерти! И не только это! подхватил Конкура. Секрет твоей силы это сила твоей души. Ты сделала из своего тела марионетку и попытался избавиться от своей души. Но я чувствую твою душу в этой кукле, и она до сих пор осталась в ней. А сейчас ты в плоти, но это всего лишь оболочка, которая стала куклой. Ты был лучшим шиноби кукловодом и никому не позволял управлять тобой. Если я не ошибаюсь, ты использовал как будто в роли шпиона, а теперь он использует тебя. Все заканчивается, когда марионетка начинает управлять кукловодом. И уже неважно управляет тобой как будто или ты управляешь собой сам, я не могу тебе проиграть. Именно поэтому я управляю марионеткой Сасари. Марионетки и техники не сработают, пока в мире есть шиноби, которые вкладывают свои души в твои творения. «Именно к этому искусству я стремился всю жизнь». Наконец промолвил красноволосый. Его напарник попытался дозваться до него, но касана уже не слушал его. Душа создателя осталась в его творении. Вы правы. Он понял, что у него остается не так много времени. «Конкура. Дарую тебе куклы папа и мама. И ты, маленькая девочка с розовыми волосами. Слушай внимательно в рану переступень белый». А когда вы тоже будете умирать, передайте их другим. Найдя то, что он искал столько лет и осознав, что на самом деле такое, так желаемое, им бессмертие Сасари упокоился с миром. Сакура активировала технику Ренва и связалась с остальными. Из-за этого белки ее глаз постепенно потемнели. Меня слышно? Провела она связь. Эй, ее глаза. Она тоже воскрешенная вскрикнул Шиноби из скрытого облака, чем заставил обратить внимание на Харуна и остальных. Ниндзя снова приняли враждебный вид. «Да. Мы тебя слышим», — подтвердила Ренва. «Спокойно». Девушка моментально выставила перед собой руку. «Это просто техника. Я жива». Она потянулась за кунаем, и это не понравилось мужчине из камня. «Спокойно. Я докажу». Девушка плавно протянула куна и ко второй руке не сильно поранила свой палец. Маленькая струйка крови начала скатываться вниз, начала по запястью, а после по руке. Видите? У меня идет кровь. Диверсионный отряд все же выглядел напряженно. У меня бьется сердце. Поэтому и кровь не останавливается. Пояснила она уже более понятно. Мужчины серьезно посмотрели на конкура. Тот кивнул. Мы хотим присоединиться к вам в этой войне. Сколько вас? Шиноби песка понимал, что тратит драгоценное время, но и оставить эту ситуацию неразрешенной он тоже не имел права. Шестеро. Свяжись со штабом, передая полученную информацию. Через некоторое время Шикаку сам связался с девушкой. В мою технику кто-то вмешался. Не уверена, что долго смогу поддерживать контакт на таком расстоянии. Сразу предупредила Ринва. Шикаку быстро объяснил суть дела но чтобы позволить вам присоединиться, я должен понимать, на что вы способны. Команда Сакура отнеслась к этой просьбе с недоверием. Медик и мастер меча. Специализируясь на ближних дистанциях. Быстро отчиталась Харуна в пример остальным. Сенсор и также мастер по оружию. Неуверенно ответил Ринва, хотя и так хотелось быть не хуже Сакуры. Также сенсор, но моя специализация дальний бой отчитался зеленоглазый бронетырн. Ближний бой. Все что сказал Хамира, также известный как человек танк, специализируясь на средних и дальних дистанциях. Необычно для себя серьезно ответил Кацу. Блондину не нравилось раскрывать все свои способности незнакомцу. Специалист катаны и среднего боя. Последний ответил Наки. Хорошо. Шикаку распределил команду и указал, куда каждому отправиться. Только не помрите. Приказала именно приказала Сакура. Есть. Хором ответили все пятеро, после чего наступило долгое молчание. Почти всех ребят разделили по разным отрядам, а вот Сакуру, которая уже не терпелась вступить в бой, назначили в мед отряд. Такому решению она оказалась не шибко рада, но спорить в такой ситуации было недопустимо. Ханаон, выслушай меня. Забирать жизни может каждый из нас, а вот подарить лишь ты одна. Поэтому твой труд, как медика, ценится куда больше нашего. — твердо и уверенно проговорила Наки, считая, что потеря настроя розового волоса и большая ошибка. «Я знаю». В этом я ответила девушка. «Одна спасенная тобой жизнь будет цениться, а как десяток нами забранных?» — проговорила она уже с нотками азарта. Сакура улыбнулась. «Это паре». Сразу уточнила девушка. «Эй! Мы же говорим про других людей». Ринве не нравилось подобное. Она сочла, что это уже слишком. Но на нее девушки не обратили внимания. Да, именно так. Наки тоже улыбнулась. Ну, знаете ли. Рыжая поняла, что ее никто не слушает. Сакура достаточно оперативно прибыла к месту и уже была готова снова показать, что она не воскрешенная. Но в Шизуне, что встретила ее на входе, не дала ей этого сделать. Не надо. Нас предупредили о твоем приходе из штаба, Сакурачин. Девушка удивилась, что ее назвали не по ее имени. Возможно, раз мы не представились, нам дали позывные? У входа появились несколько шиноби, и один из них был тяжело ранен в руку. Я займу им. Хорошо. Сейчас я дам тебе все необходимое. Шизу не была готова дать распоряжение об этом. Не надо. У меня все с собой. Зеленоглазая достала свиток и призвала небольший сверток. Шизу неоценочно посмотрела сначала на него, а потом и на саму так и не ставшую напарницу. Что одежда девушки, что сама ткань, в которой были необходимые инструменты, выглядели потрепанно, грязно и местами застирано. Но когда девушка развернула сверток, инструменты были в идеальном состоянии. Это и удивило, и дало понять ученице Цунаде, насколько ответственно девушка подходит к делу. Обработав инструменты, пока пациенты готовили и укладывали, Сакура немного огляделась, чтобы понять масштаб работы. Ох, как же ее было много. Она вздохнула и принялась за дело. То как она ловко орудует скальпелем. Как говорит с больным? Как раздает указания медика, что помогали ей. Шизу не изучала девушку. Мужчина громко кричал, но после в голосе появился испуг: Моя рука. Я не чувствую ее. У тебя просто шок. Сейчас я поставлю тебя обезболивающее. Девушка была суха и неэмоциональна. Но она точно знала что и как делать, а то с какой скоростью она провела эту операцию, сильно поразила Шизуни. «Где ты была все это время, Сакура?» Брюнетка поняла, что ей жаль девушку, но что-то сделать с этим она не в силах. «Я закончила». Кунаичи подняла глаза на капитана. И в этот момент было не совсем ясно, кто же из них все же подчиненный. «Да. Идем». Женщина отвела розовую волосы к другому раненому. День неумолимо двигался к концу. Тени становились все длиннее, вступая в свои полноценные права. Многие, очень многие, уже не увидят нового восхода Солнца. Война все, что могла подумать девушка в оправдании. Так много трупов. Слишком много крови. Шиноби продолжали умирать, несмотря на усилия всего мед. Отряда. Но Харуна из последних сил старалась не выпускать из головы слова Наки. Так, будто это было и есть ее берегом от неудач. Какое счастье, что Ринва остановила технику и теперь ее мысли принадлежат лишь ей. Хотя было кое-что, что забавило девушку даже в такой непростой ситуации. Милая свинка, что изо всех сил старалась помочь всем и каждому. Вот уж кому силы воли не занимать. Значит, Кунаич слабее свинья. Нет. Она не может этого допустить. На полигоне началась шумиха. Кто бы мог подумать, что враг окажется здесь, да и еще в такое время. Они все рассчитали брови девушки сошлись к переносице, а взгляд стал куда холоднее. Но, как? Как они прошли мимо сенсоров? Она уже возвращалась в свою палатку. Раненым все еще нужна их помощь. И все же из-за всей этой ситуации оставался только один вопрос «Как?». Как понять, кто есть кто? Харума также продолжала делать свое дело. Но как только она говорила следующей, она была готова, что на нее нападут. Со спины или же напрямую, значения не имела. «Сакура, а где сейчас Шизуне?» Девушка посмотрела на Шиноби из Канохи. «Она сейчас в своей палатке. Перевязывает ногу Тонтона. Почему в такой ситуации он так и не использовал свои глаза?» «Надеюсь, руками у него все в порядке?» И он сможет принять участие в завтрашних боях. Непринужденная с улыбкой проговорил он. «Слушай, мне нужно осмотреть твою рану, я не уверена, что не выступил гной. Присядь!» Харуна демонстративно отвернулась. И враг не упустил этой возможности. С каким же наслаждением зеленоглазая пробила им пол? «Как? Как ты поняла?» Растерянно вопросил Зетсу, когда окончательно принял свой истинный облик. «У херюшек нет рук, ублюдок!» На шум сразу же прибежали шины Бельянца. Когда они увидели, нечто человекоподобное, один из них не удержался и все же спросил, кто это. «Немедленно доложите командиру». Тело врага доставили к шазуне где она приступила к анализу этого существа. «Они очень слабые. Я и трети своей силы не использовала, а она уже помер. Мне, кажется, они, и техники использовать не могут. Во всяком случае особые или секретные». Поделилась мыслями Харуна. С чего ты это решила? Брюнетка перевела на нее свой взгляд от монитора. Она была точно уверена, что перед ней не враг. Он не использовал глаза того, в кого превратился. Да и всех, до кого он добрался, просто зарезал. Если бы он мог, то лучше маскировал свои убийства. Скорее всего, но ну просто не хотел поднимать шума. Боль от проникновения Куная достаточно сильная, чтобы закричать во всю силу. К тому же я не думаю, что с таким чедушным строением у них много чакры. Обеим девушкам пришло сообщение из штаба о том, что Наруто способен безошибочно находить их по злому умыслу. Значит можно немного передохнуть. Черт, из этого белого сученыша работы прибавится. Зато теперь мы будем знать кто из них враг. Харуна внимательно посмотрела на подопытного. Ее очень сильно заинтересовал навык врага так ловко маскироваться. И, разумеется, ей бы хотелось больше провести времени за изучением его тела в нечужих глаз, но, увы. Стоило блондину только прибыть, как он ловко начал разобрался со всеми недругами. «Ты в порядке, Чейн?» Парень буквально свалился с неба и прибил этим двоих врагов одновременно. Когда Сакура увидела его, она была поражена такой способностью. Да и сам парень выглядел весьма специфично. Все его тело было приятного желтого цвета и светилось мягким светом. «Наруто!» — повторила она за Шизуне, не до конца уверена, что это и есть его имя. «Я так рад, что ты вернулась!» — улыбнулся тот. От Сакура не совсем поняла, что это значит. «Я же в Канохе была в качестве шпиона, а он радуется встрече, будто мы были друзьями». «Мы и есть друзья. Просто доверься мне!» Уверенно проговорил он, считая, что теперь все будет складываться куда лучше, и теперь Кунайчи наконец-то вернется домой. А вот Харуна окончательно была сбита с толку. Нет, она вела ему. Она сама этого не понимала, но вела ему. Но это означало, что врал Рэй. Врал ей с самого начала. Девушка решила разобраться с этим позже, ведь сейчас было явно не время, не место. Как и ожидалось, Наруто быстро нашел всех самозванцев, а остальные шиноби смогли одолеть их. Ниндзиме медикам понадобилось немного времени, чтобы разобраться с новой волной пострадавших. Ох, как же радовалась розового когда поступил приказ прибыть на поле боя. Наконец-то я смогу размяться. Конечно, этот застой заставил меня потратить чакру, но запасы еще есть. «Пожалуйста, будь осторожна», — попросила врач из Канохи оставляю все на тебя. Качнув головой, проговорила она и выдвинулась в путь. Чем дальше бежали девушки, тем больше шиноби они встретили на своем пути. А сообщение из штаба заметно приободрило всех, кто следовал в том же направлении. Сакура. Девушка с блондинистыми волосами быстро оказалась рядом с ней, как и ее команда. Оглядевшись, Харуна заметила, что и другие ребята их возраста из Канохи бегут недалеко от нее. Инна была так удивлена и не менее рада, что, наконец, увидела подругу. Если бы они так не торопились, то она непременно обняла ее. С души Манука упал тяжелый груз. Она жива и кроме того еще и находится на их стороне. Слава Богу! Вот дядюшка и тетушка обрадуются. Для самой же Сакуры поведение девушки показалось странным и совершенно необоснованным. Чему она так радуется? Да и кто она? Шикамар внимательно наблюдал за каждой из них. Мне похоже, чтобы Сакура была так же рада. Неизвестно, где она была и о чем теперь ее мысли. Кто знает, возможно, она настроена враждебную. Почему она так удивлена? Возможно ли, что она попросту не помнит ина? Девушка вела себя непримечательно. Спокойно следовала со всеми. Парень решил держаться на стороже, о чем предупредит Чауджи. Столько всего успело произойти. Но самым приятным и неожиданным для Наруто оказался приход Саски. О, да. Появление Учихина делало много шума, а его заявление о желании стать Хакаги еще больше. Сакура стояла по от Наруто и сейчас, когда Саски уже был здесь, вышло, что она стоит рядом с ним. И он пришел. Она лишь перевела взгляд в его сторону. Похоже, будет весело вот только мысль эта была совсем не радостная. Она решила переместиться на лучшую позицию и поэтому пошла вперед. Наруто и Саски последовали за ней. У тех двоих тоже шарингом. Заметила девушка. Это ж надо было раздуть семейный конфликт до мировой войны. Прозвучал ее голос полный скептицизма, пока она с холодом смотрела на Саски. Э. -э Сокурачин! Там немного все сложнее. Прокомментировал Наруто, но Харуна даже не посмотрела на него. Саски позабавила такое трактование ситуации. Как бы то ни было, блондин был готов сорваться в бой, но первому пришлось притормозить его. Чудовище, что было перед ними, готовилось запустить бомбу и тем самым высвободиться из барьера. То количество чакры, что он смог собрать, действительно впечатляло. Как же хорошо, что багровый барьер смог выдержать столь ужасающий натиск. Как только в барьере появились входы, шиноби объединений армии двинулись в бой. Во главе их поначалу были ребята из седьмой команды, но потом, Наруто и Саски использовали технику призыва и принялись комбинированно атаковать Десятихвостого. Что это за громадина? Сакура была очень сильно удивлена. Нет. Она была просто в шоке от того, что кто-то может призвать таких громадных зверей. Техника призыва. Когда парни ринулись в бой, Врач осталась позади. Она недоуменно посмотрела на свою ладонь. Взрыв, что раздался, не так далеко, заставил девушку вернуться в реальность. Почему второй сидит в стороне? Чего он ждет? Его бездействие настораживало и даже немного пугало. Хотя, то, что он держится в стороне, все упрощало. Ханун. Голос Ринва помог вернуться на поле боя. Все живы. Строго потребовала она отчет. Да, Незамедлительно ответил ее отряд. Хорошо! Облегченно выдохнула она. Еще не хватало кого-то потерять в этих семейных разборках. Как оказалось, и обита в одиночку смог навести немалого шороха на поле боя. Сначала его трансформация в джинчурике десятихвостого. Потом это странное растение, что стремилось высосать всю чакру в округе. Держим дистанцию. Пусть сами разбираются. Этим двоим мы сейчас будем только мешать хотя Сокору грызла изнутри досада, что она ничем не может помочь. Шикомару! Раздался женский вопль недалеко от девушки. Она перевела на блондинку взгляд, то придерживала напарника, не в силах ему чем-то существенным помочь. Было очевидно, что он не просто ее знакомый деревни, а нечто большее. «Напарник?» — промелькнула в голове у Харона. Она сделала несколько шагов в ее сторону. «Что ты задумала?» Тут же вопросил Кацу. Он старался остерегаться других шиноби. Девушка оставила этот вопрос без ответа. И на подняли глаза на нее. В них Харуна отчетливо видела страх, но к ней ли? Или все же перед смертью? Он действительно плох. Она присела. «Что ты собираешься делать?» Настороженно вопросила Иманука, совершенно не зная, чего ожидать от подруги. «Явно то, что тебе не по силам». Самодовольно ответила та. Ее рука прижалась к лбу брюнета, а после засветились зеленым голубым свечением. Если приглядеться, было видно, как тело молодого шиноби впитывает в себя ее технику. Шикамару на глазах становилось лучше. Сакура. Первое, что сказал он, когда пришел в себя. Шаша. Не болтай без толку. Я еще не закончила. И он повиновался ей, хотя ее мотивы для него так и остались неизвестными. Прибытие пяти Каги заметно воодушевило остальных выживших. Явились пренебрежительно фыркнула она. Значит, мы можем собраться с силами, пока они выполняют свои обязанности. Сакура. Строго, но с нотками удивления вскрикнула Хакаги. Девушка на нее изумленно посмотрела. Почему она делает вид, будто лично с ней знакома? И уж, тем более что волнуется за нее. Уж больно отчетливо читалось это в ее глазах. Ладно, эти ребята, но она? Она должна была знать, что девушка просто шпион. Яркая вспышка в ночном небе заставила на себя обратить внимание медика. Идем туда. Она сорвалась с места, как и ее команда, оставив недоумевать своих бывших друзей. Саски, Наруто, Какаши и проигравший Абита стали свидетелями воскрешения Мадары. Держим дистанцию. Этот выглядит опаснее кого бы то ни было она совсем не обращала внимания на остальных, ей был интересен только незнакомец. «Еще бы! Это же хамадара отозвался Хамира. Остальные обернулись на него. Легендарный Шиноби. Его также ставят в ранг бога, как и Хашира Мусинджу. Что? И это с ним нам предстоит сражаться? Ринва заметно запаниковала. Саски не стал выжидать момента и ринулся в бой. Легенда так ловко уворачивался от его атак, Возможно ли так быстро двигаться? Нам нужно помочь ему. Кацу явно не сиделась на месте. Он видел, что младший учиха не справится с ним, если тот будет серьезен. Нет. Ждем. Твердо приказала девушка. Сколько еще мы будем отсиживаться? Возмутился Ирн. Ровно столько, сколько я сочту нужным. А пока осторожно следуем за ним. Лидер стрельнул в него своим злобным взглядом, мгновение Мадара исчез в облаке их пепла и появился недалеко от хвостатых. Его намерения были очевидны. Армия Шиноби стала скоропостижно отступать, понимая, что с ним им не справиться. Остался лишь молодой Казикаги. То насколько быстро Мадара разобрался и с ним и с хвостатыми просто не укладывалось у девушки в уме. Призыв статуи гида, поимка хвостатых, и запечатывание их в четком порядке. Да что он такое? С ужасом подумала Наки как человек может быть настолько силен? Эй, а тот парень будет в порядке. Указал Ирм на падающего Наруто. Хм. Сакура понимала, что это маловероятно. Он должен был перевернуться, чтобы хоть как-то сгруппироваться перед падением, но Узумаки этого не делал. Но то, что произошло дальше, заставило брови девушки подняться. Она видела в своей жизни немало боев. Уловок, хитростей, стратегий. Но то, что один человек может настолько превосходить всех остальных вместе взятых, заставило ее решимость дрогнуть. Она засомневалась, не то чтобы в себе, а скорее в своей способности защитить ребят, что все целы доверились ей. Белый Зёцу тоже решил не терять времени и взял на себя остальных Шиноби. Похоже, мы вовремя пробились к Мадаре. Его напарник крепко держит остальной альянс в узде. Так-то оно так, вот только. Наки старалась сообразить, как сражаться против такого врага. Это чудовище явно на не. Начал было хамира, но когда посмотрел на командира, понял, она уже что-то придумала. Так оно и было. Теперь это не просто статуя. Теперь это живое существо. На лице девушки появилась хищная улыбка. Наки. Девушка приблизилась, и Сакура смогла передать той пробирку сильным ядом. Ты иди к левой части. Хамира поможет тебе удержать его. Я к правой. Остальным ждать команды. Ринва будет наготове использовать свою технику по максимуму. Кацу, подстрахуешь ее? Команда быстро заняла свои позиции. Но ведь... Девочка сразу вспомнила про запрет от самой же Сакуры. Ее колебания были понятны, но очень не кстати. Никаких «но». Сейчас твоя техника это то, что нужно и я уверена, что ты справишься с ней. Голос Харуна был тверд и полон уверенности. Она вела в свою протеже. Ринва смелела. Она прервала технику связи и принялась копить чакру. Перед ней тут же встал Кацу и начал внимательно смотреть по сторонам. Несмотря на свои габариты, хвостатый оказался весьма проварен, и ребятам оказалось непросто, но что Сакура, что Наки все же изловчились ранить звери в лапы, ты уверена, что твой яд сработает?» — усомнилась брюнетка. «Я слышала, что у них дикая регенерация. Тот яд, что я тебе дала, препятствует это». Десятихвост издал дикий рев. «Му. Ренва. Давай». Как бы Сакура не гордилась своим лично разработанным ядом, он оказался не так эффективен против хвостатого. Она понимала, что сдерживать его достаточно долго не выйдет, Девочка разбежалась, но оказалась очень медлительно, поэтому блондин и брюнет подхватили ее под руки и буквально запустили во врага. Хвостатый хотел было отмахнуться от приближающейся угрозы, но девушки не дали ему этого сделать. Они смогли отбить его лапу подальше от рыжей. Как же нам повезло, что у Мадара там наверху чем-то занят. Вот только интересно чем? Яд все же начал действовать и хвостатый впал в буйство, что оказалось ни на руку ни тем, кто был наверху, не тем более тем, кто был внизу. Сакура с трудом снова отбила его лапу, что летело прямо в Ринво, и сразу отскочила, чтобы не попасть в радиус ее техники. Так же сделали и ребята с другой стороны. В укрытие! вскрикнула девушка, и ребята тут же распределились по местности. Прогремел мощный взрыв, на который Мадара все-таки пришлось обратить внимание, ведь он вместе с хвостатым начал падать вниз. По всему полю битвы раздался оглушительный грохот. В этот раз взрыв от техники оказался куда мощнее и куда неконтролируемый для юной Кунаичи. Она как в первый раз сразу потеряла сознание, но Кацу быстро сориентировался и не дал девочке свалиться на землю. Команде пришлось подождать, пока облако пыли осядет, чтобы хотя бы что-то стало видно. «Это что? У него еще одна рожа на груди?» С легким отвращением вопросила Наки, не веря своим глазам. Рядом оказался и Хамира и Сакура. Кацу и Ирн также были недалеко. «Уходите!» Розового и вышла вперед. «Ты с ума сошла!» «Это же Мадара!» «Учиха мать твоя Мадара!» Кацу не поверил своему шам, когда услышал приказ об отступлении. «Моя задача обеспечивать вашу сохранность. Но против такого врага, у меня просто не будет возможности прикрывать вас всех». Кацу почувствовал на себе всю беспомощность против такого врага. И не только он. Тогда мы отправимся к мед отряду. нужна помощь. Мгновенно произнесла Наки. Она знала, как девушка будет переживать о своей подопечной, и то, что это будет мешать ей в бою. Учиха поднялся и принялся небрежно стряхивать со своих плеч пыль. Быстро. Ребята поспешно покинули Харуну. Закончили. Это прозвучало так, словно она позволила им этот диалог и последующие отступления. Хотя, так оно и было. Да. Все это время, она не позволяла себе отвести от него взгляд. Он был слишком силен и опасен. Кто бы что ни говорил, Асакура считала его ровно такой же легендой, как и самого Хаширму. Я буду драться против Бога. И как только до этого дошло, ты планируешь в одиночку сражаться со мной? Его забавила эта ситуация и удивляла одновременно. Наверное, мужчина все никак не мог свыкнуться с мыслью что и Кунаичи могут быть достойными противницами ему. Это сумасшествие. Донес голос откуда-то с головы хвостатого. У тебя было бы больше шансов, если бы тебя кто-то прикрывал. Табирама, как ему казалось, ясно видел ситуацию. Девчонки, да и еще такой молодой, просто не выстоять против Мадары. Девушка не стала рисковать и сразу подпитала все мышцы чекрою под завязку. Ох, мне потом будет не сладко. Если, конечно, потом будет. Надо придумать план. Кто бы там ни был, он явно противник Мадары, и он прав. Я очень сильно волнуюсь, если честно. Даже по телу мандраж гуляет. С улыбкой проговорила Харуна, и эта улыбка была совсем недоброй. Учиха пригляделся. И вправду девушку потряхивала, но он видал и куда сильные эмоции у Шинаби сегодня. Но я уже здесь, и выбора у меня нет не надейся, что я стану тебя жалеть, лишь потому, что ты женщина». И стоило ему это проговорить, как он тут же сделал выпад. Но Кунаичи удалось не только отразить его, но и нанести ответный удар, чего Мадара явно не ожидал. Кроме того девушка быстро взмыла воздух и огляделась, чтобы правильно понимать пространство вокруг себя. От ее глаз не утаилось и то, что помимо Табирама есть еще кто-то что лежал поудаль от головы но разглядеть ей не представилось возможным, ведь враг запустил в нее несколько огненных шаров, а после сам напал со спины. Ей пришлось сильно извернуться, чтобы не попасть под эту атаку. Весьма недурно для девчонки. Раздалась похвала от Белобрысова. Но Сакуре было никогда отвечать. Учиха достаточно сильно пнул ее и она впечаталась в землю, тем самым снова подняв облако пыли, но сейчас ей это было на руку. Зеленоглазая смогла незаметно добраться до другого шиноби. «Ты?» Она удивилась, когда увидела Саски. Не думая, она сразу активировала бесконтактное лечение, пока враг этого не видел, и вернула в примерное место падения, на вставая с земли. «Кхе -кхе, -кхе, кхе кхе Закашлялась она, прикрывая рот рукой. «Нынешнее поколение не то негодно!» Подытожил Учха, неторопливо подходя к девушке как вдруг она исчезла и оказалась прямо в шаге от него. Мгновение уже Мадара точно с такой же силой влетел в хвост этого и даже сдвинул его с места. Еще рано судить. Харуна пригляделась. Место удара заживает. Не воссоздается из бумаги, а именно заживает. Он живой. Она хищно улыбнулась. Мгновение бой снова возобновился. Враги обменивались ударами уловками и выпадами. Их бой был словно смертельный танец, где было не совсем понятно, кто кого ведет. Кто бы мог подумать, что кто-то из этого времени сможет так долго сражаться с ним? Поразился Табирама. Рядом с ним послышался стон. Это был учиха младший Он постепенно начал приходить в себя, хотя глаза еще не открыл. Новый выпад у Сакуря пришлось несладко, она снова была вбита в скалу. Должен сказать я удивлен. Не думал, что кто-то сможет меня так развлечь. На лице мужчины появилась улыбка. Именно улыбка, а не злорадная ухмылка, что было бы здесь уместнее. Он искренне радовался этому бою. Сакура смогла достойно на это ответить. Медик снова изловчившись, отправил его в хвостатого. Тот издал жалостливый злобный рев. Новая атака и на этот раз противники стояли по разным сторонам лицом к друг другу. Но это конец. На лице, плече и туловище девушки появились серьезные раны. Она улыбнулась, зная, что и на его теле есть раны, оставленные ей. Так оно и было. На его шее появилась достаточной глубины полоса. Он был настолько поражен этому, что даже дотронулся до ранения, чтобы убедиться в ее реальность. Хих. Три к Солба девушки активировалась печать, полосы пошли по всему телу. Раны Кунаичи начали затягиваться прямо на глазах. Мадара ждал, что у него рана так же быстро начнет зарастать, но это почему-то происходило не с той же скоростью. На лице девушки заиграла самодовольная улыбка. Мадара понял, в чем дело. Умно было использовать яд. Твое оружие изначально было отравлено. Сейчас он уже не видел пред собой слабое очередное ничтожество. Легенда признал ее. Вот только на свой вопрос он так и не получил ответа. Дыхание зеленоглазой было сбито да и уверенности как-то поубавилось. Он сделал выпад. Саски, наконец, открыл глаза. Его тело казалось ему тяжелее обычного и подняться оказалось непросто. Нужно срочно освободить того, второго. Она отскочила, рассчитывая сохранить дистанцию. Что? Даже сейчас он и гоняет меня? Харуна была готова защищаться, но очень ловко выбил из ее рук мечья, схватив ее за шею крепко ты сдавил. Оглядевшись, Саски не сразу понял, что происходит, но когда он увидел Мадару и Сакуру в таком положении, то среагировал моментально. Мужчина сразу понял, что от этой атаки ему не уклониться, поэтому просто швырнул девушку прямо в потомка. Оба издали вскрик. Приземлившись на землю, Саски помог подняться напарнице. кхе кхе, -кхе. Наконец проснулся. Кхе. -кхе". Потирая шею, недовольного просила она. «Ты тут одна?» Он хотел бы оглядеться получше, но враг был слишком серьезный, чтобы отвлекаться на это. Нет. Тот второй. Серьезно проговорила она, глядя на голову. Учиха-младший сразу понял, о ком шла речь. И главное, что нужно делать. Определено, Табираму им бы сейчас очень сильно помог. Но Мадару не стал больше ждать. Он сложил печать и хвостаты чтобы что был позади него, буквально был втянут в его тело. На его плечах появился белоснежный плащ. Его лицо, тело и волосы также стали белыми как снег. Руки и ноги же обрели черный цвет. В его руке появился необычный формы посох, а за спиной девять черных сфер. Сила мудреца шести путей. Так, а теперь левый глаз. Он взмыл в небо, и исчез из поля видимости в огромном пылевом облаке. Саски хотел запустить ему вслед одну из своих электрических стрел, но Медик дернула его за руку. «Нет. Оставь!» — серьезно проговорила она, глядя ему прямо в глаза. Саски не ожидал оказаться настолько близко к ее лицу. «Пусть идет. Нам с тобой все равно с ним уже не справиться, даже и вместе». Спокойный, рассудительный то и серьезный взгляд. Была ли она такой до этого? Это должно было насторожить Саски, но волновало его на самом деле совершенно не это. А то, что она все еще держит его за руку. Она пошла ко второму, все так же держа Саски за запястье. «Ты знаешь, что это?» Спросила она вроде глядя на Синджу, а вроде у Чихи. Ответа никто так и не дал, поэтому девушка просто коснулась стержни рукой Саски. «Похоже, тебе повезло. Из-за этой странной метки на руке ты можешь трогать эти стержни», как ты узнала? Тут же удивился Учха. Никак. Один тот факт, что ты достаточно быстро оправился от такого ранения, говорит о том, что ты уже не тот, кем был ранее. Спокойно пояснила девушка. И Саски был бы этому рад, если бы ее взгляд не разил злобой и завистью. Мне пора. Он вытащил последние штыри и отправился к Наруто. Эй! Но Учха и второй уже исчезли. Девушка со злостью топнула ногой, Проклятие! бросила меня здесь? Она шумно выдохнула. Ни время ни место беситься. Куда? Куда они пошли? Девушка оглядывалась по сторонам. Вдалеке на восемь часов она заметила поднявшуюся пыль. Нашла. Харуна тут же сорвалась с места. Ребята побежали в том же направлении. В этот момент она почувствовала, как страх, словно крыса скребется в ее сердце. «Я не могу опоздать!» когда девушка все же нагнула Саски, она сразу заметила, что поле боя пустует. Учиха стоял рядом со светловолосым Шиноби. Тот же напротив сидел и тяжело дышал. Должно быть, остальные отступили или же... Нет, эту мысль она не могла себе позволить допустить. Кем бы он ни был, он ранен. Моей чакра после боя с Мадарой достаточно поубавилась. Не говоря о том, что мне потом пришлось восстанавливаться, но думаю, это мне по силам. Врач присела рядом с былым наставником и убрала руку с его глаза. Сакура. В который раз она слышит это имя в удивленной интонации. Определенно, если бы она вела этому счет, то точно уже сбилась бы. Казалось, что будто по-другому это имя не звучит вовсе. «Где Мадара?» — спросила она у Саски, пока готовилась к использованию одной из коронных техник. Она достала шприц и незамедлительно ввела содержимое хатаки. «Что это?» выпросил подошедший Наруто. «Яд, что вырабатывает одна из дальневосточных ящериц!» Спокойно ответила она. Благодаря ему, клетки, отвечающие за регенерацию, начинают сходить с ума, до тех пор, пока он не будет выведен. В правильной обработке и с нужной техникой этот яд способен восстановить утерянный, в данный момент, глаз. Какаши начал покрикивать от боли. Такое спокойное, но весьма детальное объяснение, и весьма жестокий подход к лечению. В какой-то момент Наруто поймал себя на мысли, что он рядом с змеиным снином, нежели с напарницей по команде Какаши Сенси. Он был весьма обеспокоен состоянием наставника. Даже Саски был в какой-то момент обескуражен такой выходкой. Пусть кричит: Так его нервная система сможет лучше сопротивляться с болью. Думаю, еще недолго: почему ты не использовала эту технику на мне? — выпросил Саски, понимая, что тогда он бы быстрее вернулся в бой. Твое сердце было проткнуто, но как органа оно все еще было. К тому же эта техника имеет побочное явление. И использовать ее на ком-то не было, не стоит более двух раз. Не хотелось бы потерять тебя так рано. Почему? Последняя фраза действительно задела его сердце. Если Сакура не знает кто он, то с чего бы ей волноваться за него, мне интересно узнать, кто все же победит в этой семейной заварушке. Произнесла она с ухмылкой на губах. Мадара появился будто из воздуха, да еще и не один, а Сабита. И, разумеется, парни ринулись нападать на него. «Ты не хочешь им помочь?» Тихо и тяжело дыша, вопросил Джоунин. Он внимательно смотрел за ученицей уже обоими глазами. Она же присела рядом и просто продолжила наблюдать за боем, так, словно это было просто какое-то представление. Нет. Я и так сделала больше, чем от меня требовалось. Кроме того, я не хочу быть пушечным мясом. Хатаки предпринял попытку подняться. Я бы тебе не советовала. Если ты присмотришься, то поймешь почему. К тому же у нас с тобой есть задача поважнее. Нам нужно поднакопить сил, потому что, что-то мне кажется это далеко не конец. На ее лице появилась улыбка а в глазах теплота. Хатаки внимательно посмотрел на нее. Девушка перед ним была на удивление опытным бойцом. Она не строила иллюзий и грамотно использовала собственные ресурсы. Разве это та самая девочка, что когда-то похитили? Но мужчина селся поудобнее и действительно последовал ее советам. Вот только бой был недолгим. Мадара взмыл в воздух и все же активировал бесконечные цукиями. Саски едва-едва успел скрыть Наруто, Сакуру и Кукаши под своем Сусана. Весь же остальной мир уснул непробудным сном. Прошло немало времени с того момента, как Луна стала вестником конца для мира Шиноби. Саски, наконец, прекратил технику и перед ребятами открылся новый мир. Пустой. Где нет ни любви, ни дружбы, ни надежды, а все вокруг сплошная тишина. Зачинщика всего этого не устроило то, что кто-то смог избежать его техники. Он понимал, что эти мальцы могут стать серьезной угрозой для завершения его плана. Его мечты о совершенном мире. И поэтому он решил сам с ними разделаться. Но стоило ему спуститься на грешную землю и попытаться убедить детей в своей правоте, как его предали. Черный Зюцу, как оказалось с самого начала, так все и планировал все это лишь для одной цели — вернуть Кагуэн Цуцуки. В тело мужчины стремительно начало вливаться чакра немысленных размеров, а его тело пухнуть хлеще, чем на дрожжах. Черный зетсу добился своего. Тело Мадары, переполненного чикрой, переродилось в первоначальницу рода Шиноби. Та самая, что вкусила запретный плод и овладела чикрой, а после передала ее своим сыновьям Кагуе. Она была необыкновенной красавицей, а ее волосам можно было позавидовать. Если, конечно, не знать, что она ими может убить. Что Сакура, что Какаши мгновенно поднялись с насиженных мест, ведь. Несмотря на всю ее красоту, от нее заверстувило опасностью и силой. Да такой, которая заставляла кровь стыть в жилах, а тело переставать слушаться и неметь. Нужно отдать должное парням, они оказались куда смелее. Саски так и вовсе без колебаний ринулся в бой. И быть может, именно в этот момент Сакура увидела в нем то, что всегда видела когда-то в деревне. Так ее сердце приоткрылось для юноши. Но новое ли это чувство? Или отголоски воспоминаний старых. Саски. Надолго ли его хватит? Очевидно, что девушка начала переживать за него сильнее. Даже чем за Наруто. Сейчас уже не было того безразличия, как когда они бились с Мадарой. Нет, сейчас все определенно серьезнее. Девушка моргнула, и земля под ногами исчезла, в буквальном смысле. Гиндюцу. Нет. В воздухе отчетливо ощущается характерный жар и запах серы. К тому же я все так же контролирую свою чакру. Она сделала оборот вокруг себя и зацепилась за стену при помощи чакры. Какаши ухватился за свиток одной рукой, другой же он держал своего друга и товарища по команде Абита. Как они там оказались? И на что на самом деле способна эта женщина? Свиток Какаши загорелся, а после вовсе оборвался и они с Абита сорвались вниз. Проклятие! Наруто с трудом успел их поймать. Кагуа не упустила такой возможности и принялась атаковать. Но и Саски был на чеку. Он вовремя прикрыл их с блондиным щитом. И все же враг смог попасть и по нему и по призванному ястребу. Теперь все четверо начали лететь вниз. Черт! Я ничем не могу им помочь. Хотя девушка очень этого хотела. Она поняла, что только вместе они смогут положить конец всему этому хасу. Если бы у меня были хоть какие-то полезные техники, хоть одна. Впервые за долгое время ее глаза заслезились, по щеке скатилась одинокая слеза, что сорвалась и полетела в лаву. Но и в этот раз Наруто смог спасить и положение. Он просто взлетел, а с ним и все остальные. Саски также понял, как пользоваться своими новыми навыками. Он взял под собственный контроль один из шаров истины напарника и использовал его как парящую платформу. И снова Кагой решила вступить в бой, а ребята постарались отбиться. Она была слишком сильна. С трудом уцелив после ее атаки, ребята смотрели, что она предпримет дальше. Ацуцуки создала дыру в такая же появилась позади защитников. «Позади!» — вскрикнула Харуна, как только она начала появляться из портала. Было четно, что Наруто, что Саски, оба не могли и пальцем пошевелить. Они ожидали атаки. Жрица лишь положила руки на их лица, а по ее собственному скатывались ручьем слезы. Таким поворотом были шокированы все. Черный зет уловко воспользовался ситуацией и прирос к юношам, высасывая из них чакру, словно поразит. Мама видит в вас, своих детей. Пояснил тот поведение блондинки. Вы оба мои. Утверждала богиня. На этом моя миссия подошла к концу. Подвел итог посланник чужой воли. Не вам двоим. Писать историю. Всего этого мира. Твердой рукой Наруто смог сорвать из себя черный покров. Все матери должны быть счастливы, когда их дети покидают родное гнездо. Он также освободил и Саски. Нам нужно сделать так, чтобы мы смогли запечатать ее. Раздраженно проговорила Чиха, не сводя взора с врага. Похоже, придется использовать эту технику. Ответил ему Наруто. Что за техника? У Наруто осталось еще что-то в руке? Удивилась Кунаичи. Аматарацу. Языки черного пламени очень быстро охватили одуение и голову Кагуя. Та же просто поглотила их. Пока она была занята этим, к ней подлетел Наруто и создал несколько клонов. Напряжение нарастало. Что же это за техника? Его клоны обратились в голых мужчин. Похабная техника гарем. Боже мой. Я слепла. Сакура была настолько сбита с толку, что просто не могла поверить в то, что увидела ее щеки запылали краснотой. Она все же приложила ладонь к глазам, чтобы точно не видеть этого срама. Ну и Кагой поддалась на эту уловку. И благодаря этому оригинальный народ и смог ударить ее в лицо. На звук удара она быстро убрала руку с лица. Да. Ладно. Ее удивление не было пределою. Мда. Протянул Какаши, не зная то ли ему радоваться, то ли огорчаться. Неужели извращенская техника Наруто сможет спасти этот мир? Давай, Наруто! Донеслось от Саски, и он ринулся к нему. Да. Тот сделал так же. Через пару мгновений богиня была четко между ними. Еще чуть-чуть. Еще самой малости мир будет спасен. Неожиданно для себя герои обнаружили себя скованными, а мир Лавы стал миром льда. Как ловко спасла себя, сменив измерение. Саски достаточно быстро освободила себя и Наруто при помощи Аматарацу. «Где мы?» — удивленно обвел глазами местный клон Наруто. Его примеру последовали и остальные. Она снова сменила измерение. Спокойно проанализировала Сакура. Только сейчас она поняла, что не видит ни Наруто, ни Саски. «Спасибо, Саски. Извини, моя похабщина не сработала. Да я и не думал, что она сработает». В этот раз будем действовать, по-моему. Эти двое меня бесит. Почему бы тебе не разделить их и прикончить поодиночке? Зюцу вроде просто предложил, но больше походило на манипуляцию. Она открыла сбоку от себя портал. Что брюнет, что блондин заметно напряглись от ее этого действия. Что она задумала? Что выкинет на этот раз? Другая часть этого портала открылась четко позади учихи и блондинка ловко утащила того в другое измерение. Саски оказался в измерении бесконечной пустыни. Теперь же была очередь Наруто. Кагонь непрерывно принялась нападать на него, а тот старался уворачиваться. А после она и вовсе прошла в очередную червоточину, вот только нигде при этом не появилась. Зато весь окружающий мир словно ожил и озверел. У Зумаки понадобилась немалая сноровка и недюжинная ловкость, чтобы не оказаться захваченным. Какаши аккуратно усадил обитом стены. Может ли быть так, что мы тут одни? Спросил у Харуна, вглядываясь вдаль. Нет. Оригинально я сейчас тоже здесь, но я не чувствую присутствия Саски. Ответил клон, посмотрев на девушку. Абита, наконец, подал признаки жизни, а после вовсе открыл глаза, чем привлек внимание всех остальных. Где я? Растерянно спросил он, глядя на свои ноги. Абита. Позвал того кукаши, чем сильно удивил. Он поднял на него глаза. Какаши. Я думал, что погиб. Я тебя подлечил. Пояснил клон. Наруто. Он опомнился. А что с Мадара? Сейчас этот вопрос волновал его сильнее, чем что бы то ни было. Победили его? Нет. Вышло немного иначе. Кратко обрисовал ситуацию его напарник по, по команде. Саски устало бродил по пустыне в поисках хоть чего-то, что помогло бы вернуться. Ничего не работает. Совсем. Ему было ужасно жарко и так сильно хотелось пить. Но это пустыня и тут попросту нет воды. За это время клон смог все объяснить, не только Абита, но и всем остальным. И, конечно же, Шиноби решили отправиться на поиски настоящего Наруто. Так значит, чтобы запечатать ее, нужна не только твоя печать, но и Саски. Уточнил Абита, чтобы удостовериться, что он все правильно понял. Но как я и сказал, я не знаю где он. Лед движется. Уведомил всех какаши, и они остановились. Там. Указал клон на оригинала. Казалось, будто самоизмерение нападает на него. Хотя так оно и было. Самой же богини нигде не было, и в один из моментов ледяные пики все же поймали его. Как только это произошло, Кагой снова появилась. Говоришь, больше не чувствуешь Саски? Думаю, что он сейчас в другом измерении. Тадера это портал между измерениями. У меня схожая способность. Сможешь туда войти? Мне понадобится много сил и чакры в чужой червоточине. И если Саски будет там, я смогу его найти. Тогда я с тобой. Настоящий народ сильный и сильный без меня управится. Сразу предложил клон. Ты клон. Твоей чакры будет мало. Сразу отверг предложение тот. А что насчет меня? У меня есть способность, как пополнять, так и передавать целительную и обычную чакру. Девушка решительно сделала шаг вперед. Тоже мало, но должно хватить. Вы двое, за мной. Мы даже не знаем в какое конкретное измерение сейчас находится Саски но сначала нужно подобраться к ней не то чтобы харуна была рада быть в чьим то подчинении но она прекрасно понимала что другого выбора у нее попросту нет он и наруто сейчас последняя надежда для них всех а значит вернуть его это первоначальной задачей для нее в это время в реальном мире из нижней половины мадары появился сам мудрец шести путей положите свои руки на меня чтобы в нужный момент мы смогли перейти в другое измерение Ребята так и сделали. Нужно помнить, что если мы и сможем попасть в ее измерение при помощи Камуя, то она сможет нас перехватить. Подходящего момента пришлось ждать недолго. Наруто ловко вновь заставил врага открыть портал. Вот только он сам собирался найти Саски, совсем не зная о плане остальных. Зато команда Обита смогла добиться цели. Похоже, что твоим клонам не хватает чакры. Ты настоящий, я прав. Выпросил наглую Зецу, пока сам прятался в рукаве Кагуя. И что с того? Дерзко ответил тот. Зецу пришлось убеждать свою мать, что она все же не тратила больше ни времени, ни силы убила мальца перед ней, а не пыталась поглотить его чакру. И все же она согласилась. Ее атака была внезапной, и поначалу Наруто думал, что вернулся, но нет. Штырь угодил ему прямо в живот, а после разрушил его тело. Кагуи решила больше не задерживаться и покинула это измерение. А Абита и Сакура напротив появились в нем. Благодаря Наруто мы смогли скрыться в моем измерении. Но ни клонов, ни его самого здесь нет. Я теперь могу полагаться только на тебя, Сакура. Она кивнула ему, показывая свою готовность. Вот только настоящий Наруто просто не успел за богини в портал, поэтому по ее возвращению ее ждал неприятный сюрприз. Зато, пока ее не было, Какаши смог все объяснить Наруто, и тот был рад, что все получилось. Впереди Наруто ждал непростой бой. Его главной задачей было продержаться до возвращения поисковой команды. Это измерение должно быть связано с остальными. Абита принял для себя и Сакуру удобное сидячее положение. Мы заглянем в каждое из них. Девушка положила руки на его плечи, принялась передавать чакру, при этом активировав Биякова. Черные линии полосы окутали не этот раз не только ее, но и тело Абита. Мне необходимо держаться как можно дольше. Тонкая грань между отдаваемой и накапливаемой мной чекрой не должна быть пересечена. Если отдам слишком много, то сама свалюсь без сил. А если слишком мало, то еже Абита не сможет использовать свою технику. Сосредоточься. Ошибка недопустима. Постепенно перед героями начал открываться портал. Было очевидно, что это далеко не простая задача, даже для того, кто имеет немалый опыт в этом вопросе. Боль в глазах сильная и резкая, заставила мужчину прерваться. «Ты как?» Кто бы мог подумать, что она спросит об этом у недавнего врага? Она уж точно нет. Идем дальше. Баланс был нарушен из-за внезапного разрыва с обитом. Из-за чего Сакура потеряла и без того небольшой запас чакры. Такой метод неэффективен. Такими темпами меня максимум его треть портала хватит. Этого недостаточно. Новый портал измерения, которое в нем виднелось, показалось девушке совершенно непонятным. Там тоже его нет. Учха начал задыхаться пуще прежнего. Харуна тут же приняла все, чтобы облегчить его состояние. Саски почувствовал что-то. Он не мог понять что именно, но решил, что стоит отправиться на место, откуда исходило это ощущение. Следующий. Уверенно проговорил тот, как только поднакопил сил. А вот медика отчетливо видела, что ему нужен отдых. Тебе нужен отдых. Настояла Харона. А как же чакра? Сразу напомнил на самом главном. Я с этим разберусь. Следующий. Все равно он настоял на своем. А вот следующим измерением оказалось западней. Как только портал приоткрылся, из него хлынула кислота. Девушка быстро сориентировалась и, подхватив напарника, поднялась выше. Кислота достаточно сильно задела ее спину и правую руку. Не говоря уже о том, что контакт снова был разорван. Девушка быстро избавилась от жилетки и от ткани на руке. Все же кислота смогла оставить небольшой ожог на ней. Я подожду, пока ты подлечишься. Обито было искренне жаль девушку. Если ты в порядке, то давай продолжим. Я не могу тратить чакру на всякую чепуху. Твердо проговорила она, решив немедленно продолжить. Чакры практически не осталось. Но Кунаичи изо всех сил старалась держаться. Если они не справятся и не найдут Саски, то все это было напрасно. Все эти жертвы. Все эти смерти были зря. Если они не найдут Саски Куны, то тогда уже никто и никогда не сможет запечатать Кагую, если они не найдут его, то весь мир так и останется пустым и безжизненным. Мир будет пустым без Саски Куна. Саски Куна. В какой момент она начала так о нем думать? Отбито открыл новый портал. Безжизненные пустыни из многочисленных дюн виднелся он. Они нашли его. Саски Кун. Сакура почувствовала резкий упадок сил. Нет. Не сейчас, когда они, наконец, нашли его она сконцентрировала и направила остатки чакры обита. Саски Кун. Яростно и во всю силу позвала она юношу. Тот быстро понял всю ситуацию и изо всех сил побежал к ним. Быстрее Саски. Она понимала, что еще мгновение или два, и она просто рухнет без сил. Черт возьми. Она видела, что он не успевает. Портал закрылся прямо перед его носом, Сакура поняла, что они не справились и, наверное, это стало причиной того, что она опустила руки и позволила себе упасть. Девушка отчетливо помнила, что позади нее ничего нет, тогда бы что она облокотилась. Чья-то рука крепко ухватила ее и продолжала удерживать. Успел! Она устало посмотрела, пряла в его глаза. Он ответил ей тем же: Как ты это сделал? С трудом спросил Абита. Это одна из моих способностей. Я могу перемещаться между измерениями, но только на маленькие расстояния. Благодаря этому я здесь. Обита стала хуже, и он потерял сознание. Черт! Кунаичи села рядом с ним. Ей понадобилось немного времени, чтобы хоть чуть восстановить собственную чакру, а после начать передавать ее обита. Ее через некоторое время мужчина все же пришел в себя. Она сама довольно улыбнулась, ведь перспектива остаться непонятно где, не слишком ее радовала. Но Учиха старше оказался не промах. Он смог вернуть героев обратно к Наруто и Кукаши. Саски сразу ринулся в бой на подногу блондина. Харуна, увидев масштаб техник ребят, поняла, что если полезет в бой, то будет лишь путаться под ногами. Как можно быть настолько сильными? Они будто не с этого мира. Но враг схватила, как можно было подумать, оригинального блондина и сразу пронзила штырем. Нет. Неужели это конец? Смерть парня означает, что они уже ничего не смогут сделать. Но это оказался клон. С каким же облегчением выдохнули остальные? Спасибо вам, Сакура! Обита! С улыбкой проговорил Наруто. Сакура улыбнулась в ответ. Ты нас так напугал. Кто бы мог подумать, что недавний враг так будет переживать за него. Саски, ты поблагодарил их! Наруто явно не вовремя вспомнил о вежливости. Сосредоточься на Б! Фыркнул Саски, что, в отличие от напарника, глаз с врага не спускал. Внезапно мир вокруг изменился. Это измерение сделало тело героев невероятно тяжелыми, настолько, что они едва могли поднять головы. Что за черт! Сакура постаралась встать, но четно. Ясно, я слишком перерасходовала свои запасы чакры. Да и сил у меня осталось не так уж и много. Если я снова ускорю ход чакры, это может сильно ударить по органам. Она хотела посмотреть на товарищей, но ее взгляд зацепился за кагую. Она тоже не может здесь двигаться. Девушке это казалось странным и даже удивительным. Почему такое божество, как она, выбрала это место? Ведь она тоже не может сопротивляться этой жуткой гравитации. Мне похоже, что у меня есть особый выбор чакры. Постепенно начала ускоряться и заполнять ее тело я не могу просто отсиживаться, пока все так стараются. Ну и Кагуи решила действовать. Она выстрелила двумя штырями в парня и если первый раз она промазала, что сейчас они летели четко в цель. Взрослые прикрыли их, но ранение получил лишь обито. Проклятие. А я даже двинуться не могу. Доли секунды и Саски уже над Кагуей и заряженным Чидари в руке. Еще столько же и реальность вокруг снова преобразилась, а враг взмыла в воздух. Снова это место. Харуна быстро поднялась на ноги. То как сильно Наруто старался помочь Абита, вгоняла Сакуру в ступор. Почему? Почему он делает это для него? Ведь это Абит устроил эту войну. Ведь именно из-за него началась вся эта канитель. Так почему? Этот блондин отличался от всех, с кем девушке приходилось раньше сотрудничать. Он не только дрожил товарищами, но и жизнью в целом. Почему он так добр? в этом его сила? Сколько бы девушка не смотрела в его спину, ответ к ней так и не приходил. Смогла бы я так. Но Кунаичи уже знала горькую правду. Нет. Не смогла бы. Черный зетсу позволил себе грубость в сторону уже умершего битая Наруто этого не стерпел. Мгновение Кагой решилась руки, в которой ей пряталось странное создание. А Наруто создал несколько Росингонов, окутанных странной чекурой. И лишь когда Сакура услышала название, она поняла, что это за чакра. Хвостатые. После такого удара мало кто смог бы подняться. Вот только. Она снова вспомнила, что перед ним Бог. Нужно собраться. Уж слишком ветрено она себе вела на поле боя. Но что она может? Ее яды не будут действовать на богиню, а для Меджутсу у нее слишком мало чакры. Вот и выходило, что они с какаши стоят как два истукана и смотрят, как за них делают всю работу. Неприятно. Смысл от всего того, что она все это время делала, если сейчас от нее нет толку. Она с досадой прикусила губу. Нет. Она еще может помочь. Да не в бою, но после него, она сможет вылечить их, а для этого ей нужны силы. Новая попытка ускорения чакр приводит к тому, что девушка начинает закашливаться ей перестает хватать кислорода, и она сгибается, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Сакура. Обеспокоенный Какаши подошел к ней, чтобы помочь. Нормально. Она выставляет руку. Ее кашель стих, но процесс идет. Эх. Грудному отделу в этот раз сильно досталось. Если прервусь, то уже вряд ли смогу пополнить запасы. Сосредоточься. Враг, получив урон, стал активно видоизменяться, но судя по ее лицу, делала она это не специально. Что с ней творится? Из махины в разные стороны растянулись огромные руки. Когда один из клонов Наруто был полностью поглощен этой рукой, Харна поняла, что дело плохо, ведь одна из них решила схватить ее. Зеленоглазая также поняла, что ей банально не хватает скорости, чтобы убежать. В последний момент ее кто-то хватает и поднимает ввысь. Что? И у тебя есть это чудище? — изумленно кричит Сакура. Ей удивительно, что Кукаши активировал Сусана. А главное, он спас ее. Сенсей быстро придумал стратегию, а ребята принялись ее выполнять. И вот еще чуть-чуть и вражина будет запечатана, но она решила взмыть воздух. Совсем забыла обо мне? Сволота. Девушка вложила в эту атаку все оставшиеся силы, напрочь забыв про свой же план. Кагуя, наконец-то запечатана земля под ногами начала собираться в сферу, взмывая воздух. Черт! Чем дольше девушка разглядывала под собой почву, тем сильнее ей становилось понятно, что приземляться некуда. Какаши снова пришел к ней на выручку. Он ловко с ней на руках добрался до более-менее безопасного места. Девушка обернулась на грохот за спиной. Там был Учха, что вел за собой хвостатых. А где Наруто? Тут же спросил Хатаки, когда не увидел блондин рядом. Он куда-то убежал, сказав, что ему надо кое-что сделать. Саски старался перекричать весь этот шум за ним. «Забудьте. Нужно как можно скорее убираться отсюда». Через пару минут прибыл блондин. «Ребят, все кончено». С уверенностью проговорила Чиха. «Мы ее запечатали. Пришло время поздравлять друг друга». Парнишка действительно был рад тому, что все закончилось хорошо и все из них остались целыми. Но он был удивлен, когда посмотрел на Сакуру. В ее глазах стоял не мой вопрос. Что такое Сакура Чейн? А мне вот одно интересно, как мы будем выбираться назад? Блин, черт! Совсем забыл. Наруто действительно был напуган, если не в панике. Пару мгновений и всех, кто там был, призвали обратно в реальный мир. Ребята огляделись по сторонам. Сакуре нелегко далось это путешествие. С трудом расслышав заявление у Чихи, ей пришлось подняться. «Меня твои планы не касаются. Отпусти моих людей, и мы уйдем». С холодом, но спокойно попросила она. Узумаки был поражен такой просьбе. Сакурачен, но ведь... Но договорить она ему не дала. Война окончена, а значит, больше нет смысла в дурацких позывных. Но это... Правда. Сакура это твое имя. А сама ты родом из Канохи. Старался убедить ее Наруто, совершенно не понимая, что с ней происходит. Она грубо схватила его за ворот и приставила к его шее свой меч. Еще раз ты заявишь нечто подобное, и я убью тебя. Злобно прошипела она с полной готовностью сделать это. Я не имею ничего общего с выродками из Канохи или любой другой официальной деревни. Из-за столь эмоционального диалога у Харуна пошла голова кругом. Саски двинулся с места. «Не смей!» Пригрозила она ему, выставив перед ним меч. И этого было достаточно, чтобы Саски смог воспользоваться гинджитсу и отправить девушку отдыхать. Стоило говорить, что после данной ситуации у всех троих остался неприятный осадок. Каждый из них понимал, что искаженное понимание Канухи является их виной. Какаши посмотрел сначала на Наруто, а после на Он хотел понять, что ребята думают делать дальше. И если с блондином все были ее менее было ясно, то Брюнет для него оставался полной загадкой. Что он будет делать с ней? Образумится и постарается помочь? Или же решит, что одной помехой меньше и теперь будет больше причин, чтобы выполнить задуманное? Сакуре нужна помощь. Сенси присел рядом с ней, желая хотя бы перевязать ее раны. Сакурачин. Как же больно и горько было слышать подобные слова ему от подруги, подруги, которую он однажды не уберег. Он поднял глаза на Саски, вспоминая, с какой нежностью и трепетом она относилась к юному Чихе, он понял, что именно он смог бы помочь ей. Это припомнило Саски. По его отстраненному виду можно было понять, что он думает что-чем-то. Вот только о чем? Я не знаю, что ты задумал, но помни, она спасла тебе жизнь. — строго и серьезно проговорил он, смотря прямо в его глаза. Она стала так сильна. Парень перевел взгляд на нее. Она смогла в одиночку выстоять против Мадары. Мне нет нужды ее защищать. Сухо уведомил Брюнет. А помнишь, какой хрупкой и нежной она была раньше? С теплотой только свойственной ему одному проговорил Наруто. Он не сразу продолжил. Дал другу возможность и впрямь вспомнить это. Саски же не хотел этого делать. Не хотел, но воспоминания волны заполонили его разум. Она всегда была рядом и старалась помочь, чем могла. Защищала его, рискуя своей жизнью и не только в тот раз. Она любила его. Но кто-то забрал у нее эту любовь. Как и ее прошло. Сакура не помнил ни их команду, ни саму Канаху. Саски снова посмотрел на друга. Да он все правильно понял. Именно от него Наруто ждал помощи с Кунайчи что совершенно шло вразрез с его собственными планами. Они стояли и молча смотрели друг на друга. Страшно подумать, через какие страдания ей пришлось пройти, чтобы стать настолько сильной. И ты хочешь, чтобы она и дальше продолжала страдать? Мне нет до этого дела. Все же ответил он после нескольких минут молчания. Хотя на самом деле он врал. Ему было дело. И еще какое. Но все же, но выбрал свой путь. Идем. Надеюсь, ты понял куда. Да. А я еще у Зумаки понял, что придется Саске убеждать по-другому. Они оба ушли, оставив девушку на наставника. Когда Харуна открыла глаза, перед ней было бесконечное небо. Небо полное столькими разными оттенками красного и желтого. Лениво переведя взгляд на горизонт, она увидела там солнце. Ей стало интересно сейчас рассвет или закат. Но сонное забытие быстро прошло, и события было и ночи напомнили о себе. Проснулась? Выпросил Какаши, что, оказывается, сидел рядом с ней. А где? Кунаичи начала медленно подниматься. Мужчина просто перевел взгляд в нужном направлении. Выдохнув, зеленоглазая поспешил туда. Когда она увидела, что оба парня лежат в низине не в силах даже двинуться, ее сердце пропустило удар как они настолько сильно себя извести, да и зачем это все было нужно. Смутно она все же припомнила слово Чихи. Точно. Грустно подытожила она у себя в мыслях, пока добиралась до них. Сакурачен. Узумаки был рад ее видеть, а Кунаича поняла, что по-другому он просто не станет ее называть. Похоже, я не зря приберегла это. В ее руке из кармана появились две ампулы. Как и с она приготовилась использовать технику прежде чем ввести яд в тела парней. Ты справишься. Спокойно уточнил будущий Хакаги. Да. Мне хватит сил. И она приступила. Сакура не надо меня. Начал было учха, но она не позволила ему продолжить. Тихо. Мне нужно сконцентрироваться. Пришлось достаточно долго ждать, пока у обеих рука придет в норму. Но нужно отдать им должное, держались они достойно. Что ж, Теперь торопиться некуда. Угрозы больше нет. Начала она, но прервалась. А вот команда не совсем поняла, что этим она хотела сказать. Нет, конечно, основной посыл был понятен, но не его подтекст. А захочет ли Сакура вернуться обратно? Что Саски, что Наруто впервые всерьез задумались об этом. Сакура. Позвал девушку Сенсей. Она посмотрела на него. Что ты думаешь дальше делать? На этот вопрос она просто молча встала и пошла в сторону поля боя, не давая ей даже намека на свои дальнейшие действия. «Не пора ли закончить этот ад?» Обратилась она, обернувшись на парней. Те сложили печати и вернули миру жизнь. Шиноби во всех концах земли открыли глаза. Сакуре понадобилось время, чтобы найти своих. «Вы в порядке?» Ребята впервые услышали столь теплое обращение к себе. Девушка даже не удивилась, когда нашла их всех в одном месте. Кто-то просто улыбнулся, кто-то удивленно качнул головой. «Хорошо. Идем. Пока они все заняты этой суматохой и не хватились нас». Сакура. Послышался позади голос Наруто. Она обернулась. Определенно он ждал ответа на вопрос, что задал ей Хатаки. Но увидев, как там помогает подняться Ринва, он понял, что для нее теперь есть кто-то важнее его и их деревни в целом. «Возвращайся, когда сможешь». Он понял, что нет смысла ее удерживать. Ее сердце и так травмировано и силой она все равно не вернется. Сейчас ей нужно дать время, чтобы уладить свои дела и тогда. Возможно тогда она вернется назад по собственной воле. Глубокая ночь. Тихая, темная первая в родных стенах после войны и ее последствий. Несмотря на то, что команду вернулись еще на рассвете того дня, добраться до своих покоев юной Харуна удалось только недавно. С каким же наслаждением она упала на кровать? Ах, если бы она знала, что ее покой продлится недолго, может и поднакопила чакры. Ну, или подготовилась к бою. Такие и его люди не стали церемониться. Мужчины разносили все, что видели и избавлялись от всех, кого встречали на пути. За что? С трудом выдавилась в себя эта раненая и рыжая девочка. Но ответа ей уже было не суждено услышать. Она умерла. Знали бы эти отморозки, сколько времени и сил потратила Сакура, чтобы Ринва была в порядке. За предательство. Жалкий мусор. Мужчина с ирокезом обвел палату глазами. Эти калики его не интересовали, напротив они ему были омерзительны. Избавьтесь от них. Двое за его спиной с довольным видом отправились выполнять поручение. Сам же он не спеша пошел вдали по коридору. «Может, сожжем их к чертям?» — возгласил еще один, что шел рядом. Он был явно воодушевлен, а его покачивающийся походкой и нездоровый взгляд, только и говорили, что он не в себе. Алкоголь? Наркотики? Или просто нездоровая психика? Все говорило о том, что от спутника Такеши можно ожидать чего угодно. Нет. Это не для них. Серьезно, но и с усмешкой ответил зеленоглазый и все же позволил хищной улыбке расползтись на его лице. Также он облизнулся. Брюник предвкушал. Вопли, мольбы, а после агонию в которой будет биться самый главный предатель. Тот, кто, по его мнению и примкнул к официалам, подговорил остальных в этом не шибко легальном бизнесе. Подожди, «Подожди. Твоя жопа будет так хорошо гореть». Но потом он резко стал заметно на собрание. Он вспомнил еще о Кэйком. «Разберись с тем, чтобы мне никто не помешал». Резко рявкнул он идущему позади и добавил шагу. «Цветочек». Такеши наглейшим образом выбил не шибко крепкую дверь. Но даже от такого розового волоса не проснулась. «О, тут такое творится, а ты спишь?» «Нехорошо». Он неспешно шагал по комнатушке, совершенно не обращая внимания на скрипящий пол. Чем ближе мужчина подходил, тем сильнее его одолевали эмоции: злость, обида, ненависть, и вместе с тем непреодолимое возбуждение. Он хотел ее жестко, чтобы она плакала и кричала от боли, чтобы молила остановиться, или нет, чтобы она сама молила его не останавливаться, чтобы стало всецело только его. «Черт возьми, что ты со мной делаешь, мелкая сучка!» Его голос трясся был слишком тихим. «Была такой хорошенькой паенькой, посмотри!» «Посмотри, в кого выросла!» «Горячая, надменная сука!» Его руки потянулись к голове девушки. Пальцы быстро проникли в разбросанные по подушке волосы. Нежно, аккуратно. А после брюнет сжал их в кулак поднялся Куру, заставив тем самым ее принять сидячее положение. Она поморщилась от боли, а после с трудом открыла глаза. Темень била по зрению, не давала сфокусироваться. Даже чертова боль чувствовалась в усталом теле где-то очень отдаленно. Сознание пыталось зацепиться за реальность, но сил на это катастрофически не хватало. Такеши это совершенно не устраивало. Брюнет отвесил ей плеуху свободной рукой. Только не говори, что оставила все свои силы на этой ссаной войнушке на лечение этих чморей. Эй, «Ты меня вообще слышишь?» «Да пошел ты!» Сказала она это вслух или только подумала? «Да нет!» Сказала же. «Но тогда почему этот ублюдок молчит?» «Он бы точно и не стал бы такое терпеть!» «Значит, лишь подумала!» Он резко перевернул девушку и уложил на живот. Его руки быстро добрались до ее груди, когда сам он сел ей на бедра. Она не сопротивлялась. «Баны ты мразь!» — вспылил тот, моментально соскочив с девичьего тела. Ухватив ее посильнее за руку, мужчина швырнул ее на пол. «Я должна открыть эти чертовы глаза! Открыть, блять, глаза!» Кунаича прекрасно понимала, что происходит и к чему все идет. Где-то вдалеке своего разума она услышала мужской крик. Пронзительный. Полный боли. А после еще, но уже от ужаса. Глаза все же открылись. Смотри, как ребятам там уже весело, а ты мне весь кайф обламываешь. Нехорошо быть такой тварью. Его голос скакал, а сам он был на взводе. Он не хотел, чтобы все было так. Чтобы она была словно тряпичная кукла. Не об этом он желал. Но времени ждать, пока она оклемается, не было. Или скорее терпение. Я же тебя убью. Я тебя все равно грохну. Так почему ты не сопротивляешься? Сакура нахмурилась. Это было все, на что она сейчас была способна. Эй! Приведи сюда кого-нибудь. И тот, что остался за пределами комнаты, пошел на поиски. Я знаю, как тебя оживить. То, с какой улыбкой он это произнес, вселило страх в девушку. Успокойся. У тебя есть немного времени. Сосредоточься. Девушка балансировала между сном и реальностью, но она смогла начать собирать чакру. Минута, две, а его напарник все не приходит. С одной стороны это было на руку Харуна, но с другой Такеши начал психовать еще сильнее. Он встал с кровати и принялся разносить комнату. Стул полетел в стену. Стол сначала был перевернут, а после разломан на несколько частей. Сакура опасалась, что обломки полетят в нее. И снова в коридоре кто-то истошно крикнул. «Сосредоточься!» — приказала себе розового волоса. Глаза девушки начали слезиться от понимания всей ситуации. Пока она тут лежит, ее товарищи помирают в этом аду. Она снова ничего не может сделать. Снова? Разве такое бывало раньше? Сейчас нет времени думать об этом. Чакра медленно растекалась по ее телу. Слишком медленно, чтобы хотя бы встать и дать отпор ублюдку, что был перед ней. Его подручный, наконец, вернулся не один. Он волочил за собой блондина. Кацу, нет. Тихо проговорила Харуна. Чё, блять, так долго? Он жестко выхватил жертву, а доставщика хорошо переложил ногой. Давай освежим твою память. Он усадил блондина у дверного косяка, также поступив с девушкой. и еда удерживалась в таком положении, цепляясь руками за край кровати. Ничего не напоминает. Брюнет медленно возвращался к парню. Он достал мачете, что был за спину давай. Ты должна вспомнить. Извини, он. С трудом проговорил парнишка, прекрасно понимая, к чему все идет. Нет. Не делай этого. Глаза девушки наполнились ужасом. По телу начал гулять мандраж. Все как в тот раз, цветочек. Все как тогда. Едва в сознании ты есть. ты ему дело есть. Ну и я с ножиком хуежика тоже на месте. Я не знаю, о чем ты говоришь но она прекрасно представляла, что сейчас будет. Одно ловкое движение парень решил со своей головы. Нет. Она кричала, наверное, так как никогда до этого. А он лишь громко засмеялся. Но он оказался прав, сила у Сакуры заметно прибавилась. У Такаты со спины подкрался к Такеши и ударил по нему чем-то тяжелым. Что за хуйни? Тут был немного дезориентирован. Он нашел обидчика. Они вцепились друг в друга. «Беги!» Медик пихнул психа к стене, тем самым освобождая ученицы проход. Кругом трупы. Много крови. Чьи-то крики. Но Сакура бежала. Бежала к выходу. Чёртовы слезы. Из-за них было так сложно разобрать дорогу. «Простите!» Снова чьи то труп. «Простите!» Вновь к Тато со страшным последним криком попрощался со своей жизнью. Простите. Перед глазами девушки всплывали лица ее команды. И вот, наконец, лес. Но останавливаться нельзя. Догонят и убьют. Но Такеш этого будет мало. Сначала он вдоволь играется, а уже после смилуется и убьет. Бежать. Как можно быстрее. Как можно дальше. Несколько дней спустя девушка все так же продолжала идти. Она понимала, что она уже на территории страны огня и что где-то недалеко к Инаха. Она не знала, почему шла именно туда. Почему из всех деревень она выбрала именно лист. Но позади уже слишком много пройдено, чтобы менять направление. Сокурачин. Рядом появился знакомый блондин из Канохи. Мгновение еще трое встали рядом, спрыгнув с деревьев. Она с трудом остановилась и свалилась на дерево. Что случилось? Что с тобой? Наруто выглядел очень взволнованным. А вот Сакура рядом с этими людьми почувствовала себя в безопасности. Чертова отдышка не давала сказать и слова. «Кто это сделал?» — строго спросила Чиха. Он видел, что девушка напугана. Напугана настолько, что вымотала себя до нельзя. А то, что она была одета далеко не по погоде, говорило ему о том, что она покидала место своего пребывания в страшной спешке. «Это кровь!» — подумал Сай, обратив внимание на щеколотки девушки. Всем четверым было ясно, что на девушку напали. Саски снял с себя накидку и накинул ее на плечи девушки. Цветочек. Эхом разнеслось по лесу. Сакура невольно сжалась и схватила руку Чихи. И ему этот голос был слишком хорошо знаком. Не беспокойся. Мы разберемся. Он хотел, было отцепить ее руку, но та сжала кисть еще сильнее, отчаянно махая головой. Нет. Не надо. — шепотом молила она. Сакура совсем забыла, то насколько сильны эти ребята. Она не верила в то, что они справятся с этим монстром. Он убьет и их. Не надо. Она тяжело задышала. В груди жутко заболела, и весь мир сжался до глаз учихи. Лишь он и темнота вокруг. Такой ее он помнил лишь дважды. На экзамене и в тот раз. Вот ты где. И старый знакомый. Текеша и еще трое спрыгнули с дерева, но подходить близко не стали. Команда семь встала перед Сакурой. Они были готовы к любой ситуации. «Ты!» Зловеще прошипел Саске, выйдя вперед и готовый сорваться с места. «Уж кому-кому, а этому ублюдку он!» «Сейчас не проиграет!» Хм. Легкий смешок со стороны девушки заставил парня напряженно обернуться. Сакура не могла перестать представлять, как Такеши убивает Шиноби рядом с ней. Ей было очень больно, но она больше просто не могла сдержать смех в себе. Ахахахаха. Страшный. Истерический. Ненормальный смех девушки удивил даже брюнета с иракезом. Она понимала, что это неправильно, но, черт возьми, она давно уже перестала быть таковой. Встали, защитнички. «Думаете, я вам позволю делать, что вздумается?» С насмешкой проговорила она, проталкиваясь вперед. «Он мой. Давай!» Что ты там хотел? Сделать меня своей секс игрушкой, обладать как куклой, а когда надоем убить? Так давай, попробуй, странный кусок дерьма. Это был самый настоящий нервный срыв. Такой команды Семь Сакура не видели никогда. Саски среагировал первый. Прости Сакура, но нет, он ударил ее по спине и зеленоглазая потеряла сознание. Упасть он ей не дал, ловко поймав ее за туловище. Учиха не мог позволить, чтобы Сакура пошла этой дорогой. Он слишком хорошо знал, каким ошибкам это может привести. Какаши забрал ее. Сай. На отскоке в деревню проговорил Синсей. Парень последовал его примеру, представляя, что сейчас здесь начнется. Ах ты чертов ублюдок. Яростно выпалил Наруто. Такеш лишь ухмыльнулся. Двое его людей хотели начать преследование, но руки с схватили их и раздавили, те лишь успели вскрикнуть. Третий же, увидев такое, принялся бежать, клон Наруто его ловко перехватил. Он его бил, бил, бил. Бил до тех пор, пока тот не перестал двигаться. Такеши остался один. Но его это ничуть не смущало. Думаете, вы знаете ее? Думаете, вы можете спасти ее. Ахахаха. Ваш сладенький цветок вырос вдалеке на чужой крови. Она убийца. Убийца, помешанная на ядах. Интересно, скольких она убила во время своих опытов. Десятки. Сотня. Да я все ноги истер, крадя людей для ее хотелок. Это было последнее, что он сказал. Саски перенесся за его спину и пронзил его спину его же мачете. Но этого ему показалось мало. Он нанес еще несколько ударов в его грудь. Это мой дом? Больница деревни скрытой в листве. То, в каком состоянии была доставлена Харуна, поразило бывалых медиков, особенно тех, кто уже имел с ней дело на войне. Что такого могло произойти, чтобы так выбить Кунаичи из строя? На все расспросы, Шина продолжали хранить молчание. Какаши решил доложить о ситуации лично Пятой, а она уже сама пусть решит, стоит ли давать огласку этой ситуации или нет. Хорошо, я тебя поняла. Строго проговорила Синджу. Она всматривалась куда-то вдали из окна резиденции. Какаши поклонился и покинул ее. Цунди сама. Шизу недавно не видела свою наставницу в таком гневе. Кто бы не посмел такое совершить, он уже получил сполна, вот только блондинка, зная это, совершенно не получала удовлетворения. Кроме того, она не знала всего. Шизу не понимала, что чувствует наставница. Лучшее, что мы сейчас можем сделать для Сакуры, это помочь ей освоиться здесь. Помочь ей понять, что она дома, и с ней все будет в порядке. Шизуни прижала к себе планшет с бумагами. Хакаги крепко сжала кулаки, так, что был слышан хруст пальцев. Несомненно, ученицы права. Да. Сейчас это лучшее, что они обе могут сделать. Но, черт возьми, как такое вообще могло произойти? И почему центром всех этих событий должна была стать именно она? Только через несколько дней Цунади дала добро на посещение к Сакури. Она была обязана удостовериться, что с девушкой все в порядке. Это была ее обязанность и как Каги, и как ее наставника. Когда пришли результаты крови Сакуры, Цунади была весьма озадачена ими. Мастер ядов. Наличие иммунитета к большему из известных ядов необходимость, особенно, когда ты имеешь дело напрямую с ними. Блондинка припомнила Сасвери. Он доставил немало хлопот в свое время, но кто бы мог подумать, что их будет объединять одна и та же ученица. Лицо Каги тронула улыбка, но стоило вспомнить о том, что случилось, как от нее не осталось и следа. Сакурачен. Как же так? И разумеется полное отсутствие памяти о Канохе. Семья, друзья, сама деревня и ее жители. В памяти девушки не осталось совершенно ничего, но она не была под Гинджицу. Сакура была в здравом уме. Не обошлось и без удивления Цунади насчет стойкости Кунаичи. Сражаться с самим Мадарой, да еще и одной, пусть и недолго. Она действительно сильна. Но какой ценой далась ей эта сила? На любые расспросы о прошлом, она продолжала хранить молчание или же отвечала «Вас это не касается». Закрылась от всех. И никого не пускаешь. Эти люди были дороги тебе, и ты их потеряла. Она припомнила ребят, с которыми девушка прибыла на поле боя. Совсем молодые еще. Каги прекрасно понимала, через какой ад проходит ее ученица. Сакура Мибуки ворвалась в палату к дочери, и, быстро преодолев расстояние до кровати, заключила ту в крепкие объятия. Как же она сейчас была счастлива! Маленькая моя. Какое счастье, что ты, наконец, дома! Я так боялась! Я так переживала за тебя! С глаз женщины полились слезы, а саму ее немного потряхивало от переизбытка эмоций. Кизаши подошел медленнее своей жены, но он тоже был, безусловно, рад, что его девочка вернулась домой. Сакура удивленно посмотрела на него. «Простите, но кто вы?» «Не понимая, что происходит и кто эти двое», — вопросила Харуна. Мибуки оцепенел от такого вопроса, а по ее коже пробежался холодок. «Наруто, и Саски, что решили остаться у дверей, также были сильно удивлены подобному вопросу. Воцарилась тишина, а в воздухе стояло невероятное напряжение. «Ну же, Сакура! Не надо так вошутить! Даже у меня юмор не настолько плох!» Постарался сгладить ситуацию Кизаши. «Я спрошу еще раз. Кто вы такие?» Куда серьезнее проговорила она. В ее голосе появились стальные нотки. Женщина, что только что обнимала ее, с ужасом на лице сделала несколько шагов назад. Сакура. Одернула ее Ина. Посмотрев в родные глаза девушки, и отец и мать поняли, что она и впрямь их не помнит. Такого с сердцем Мибуки не выдержала. Она торопливо вышла из палаты, едва сдерживая слезы. «Тетушка!» Грустно проговорила Ина ей вслед. «Сакура, мы твои мама и папа. Когда тебя выпишут, мы заберем тебя домой» а пока поправляйся. Грустно пояснил Кизаши, поставил гостинцы на тумбочку, а после поспешил за женой. Ну, знаешь, можно было и помягче. Злобно фыркнула Инна. Да. А как бы ты отреагировала, если бы без объяснения на тебе повисла незнакомая женщина? Ответила в тон ей подруга. Яманока не смогла ответить. Если бы блондинка знала все нюансы возвращения подруги домой, наверное, она бы не была с ней так строга. Парни отмалчивались. Они не знали, что на это сказать, и как реагировать. С одной стороны, она была все целы права, и так разговаривать со собственной семьей это недопустимо. Но и Сакуру тоже можно было понять: Сакуре нужен покой. Вмешалась Шизуне, что только что подошла, и ребята пошли на выход. «Неужели она их так и не вспомнит?» Грустно попросила блондина, не ждущая ответа, уже за пределами палаты. Она ушла вперед, а Наруто задержал Саски. «Мы должны позаботиться о ней». Парень был серьезен. Саски посмотрел на него. «Она должна понять, что мы не просто ее товарищи по команде, но и ее друзья». Он видел, с какой теплотой относился Брюнетт к девушке и был уверен, что я для него Харуна друг, а может и что-то больше. Но как нам это сделать? Она отстранилась. Не помнит даже родителей. Вот это, к счастью, нам на руку. Мы сможем выстроить с ней дружеские отношения, но для этого нужно время. Брюнет удивился мудрости напарника. Он так давно не общался с ним вот так. Без злости и ненависти. Без целей, что шли на перекорах дружбе. Но если Наруто что-то решил, то он добьется этого. На улице стояла весьма хорошая погода для осени. Лишь небольшие тучи и прохладный ветер напоминали о времени года. Наруто, как и того хотел, часто наведывался к Сакури. То же делал и Саски, но не потому что его кто-то просил об этом, а потому что ему самому хотелось видеть, что девушка идет на поправку. Снова он. И чего они на пару сюда таскаются? Им что, заняться больше нечем? Не то чтобы ее это сильно раздражало, нет. Ей просто было непонятно, чего они пытаются от нее добиться. И вроде ничего не мешало спросить об этом напрямую, но она не делала этого. Ждала, пока они сами скажут или покажут своим поведением. «Не спишь?» — спросил Лучха едва слышно, ведь он не видел лица девушки. Будет ее это меньшее, что ему сейчас хотелось. Один. Сейчас и второй подойдет, но этого так и не произошло. Значит, сегодня один медленно подошел к больничной койке. Его шаги были еле слышны. Нет, не сплю. Сон не идет. Да и сколько можно спать? Харуна приняла сидячее положение. У нее был весьма сонный вид, и на самом деле ее тянуло в сон. И зачем она только соврала? Она глубоко вздохнула. «Как ты себя чувствуешь?» Парень присел на край, после того, как поставил пакет на тумбочку сносно, сухо ответила она, не желая вдаваться в подробности. Саски отчетливо почувствовал, что они будто поменялись местами. Он пытался заботиться о ней, а она старается поскорее избавиться от него. Но Чиха был благодарен ей в те раз. Может, он не показывал этого, но и не прогонял ее. Она определенно сердится. Вот только на что? Врачи говорят, что тебе нужен покой, и тогда, возможно, воспоминания вернутся она, наконец, удостоила его своего взгляда. Хм. Вот как. По ней стало понятно, что девушка совершенно этим не интересуется. Знаешь, мне и так нормально. Но что если твои проблемы с памятью усугубятся? Что если ты и себя забудешь? Брюнет был встревожен таким безразличием. Как она может настолько плевать на саму себя? Уясни кое-что. Мне абсолютно все равно, какое прошло и было у меня здесь. Семья друзья, знакомы. Мне это безразлично. Меня интересует сейчас совершенно не это. Девушка начала вести себя более агрессивно. Саски сглотнул. Неужели она решила отказаться даже от попыток вернуть свое прошлое? Чем ей так сильно не угодила деревня? А ее семья? Они столько ждали ее возвращения И для чего? Чтобы она просто молча ушла. Сакура. Что ты задумала? Впервые строго спросил он не твоего ума дело. Фыркнула она, желая поставить парня на место. Не совершай ошибок, о которых потом пожалеешь. Постарался предостеречь ее он. Тебе то какое дело? Моя жизнь. Захочу, ошибусь, а потом еще раз. Тебя это волновать не должно. Это манера общения уже начала подбешивать Саски, но он старался терпеть. У меня к тебе есть всего лишь один вопрос, где то Кеша? Я не верю, что он так просто мог от вас уйти. Где-то его имени, на лице Сакуры появилась ядовитая ухмылка, а голос стал куда бодрее. Она предвкушала, как он станет ее подопытным, ее собственностью. Как когда-то хотел, того он сам: Он мертв. Прямо ответила Чиха, прекрасно понимая, куда все идет. Нет. Растерянно протянула девушка, не зная, что ей теперь делать. Да. Твердо проговорил Брюнет. Да как вы посмели? То, с какой скоростью она сократила дистанцию из своего положения, застало Саски врасплох. Ох, какой же звонкую ухо он получил, но это было не все. Она схватила его за шиворот. Кто вам дал право? Кто позволил? Вы. Вы не могли. Ее эмоции начали брать вверх. Как же ей сейчас было обидно и больно, что не она там мстила за своих. Свою команду. Своих друзей. Няна, а не пойми кто. Она опустила голову, а ее хватка ослабела. Саски растерялся. Он не знал, что ему делать и как успокоить напарницу. И что я теперь должна делать? Как я должна с этим дальше жить? Розовая волоса подняла полные слез глаза в ожидании ответа. Тебе придется смириться. Так будет лучше для тебя. Он понимал, что это еще сильнее может задеть ее, но считал, что он прав. Также Саски был уверен, что Наруто, будь он здесь, поддержал бы его. С какой же ненавистью она сейчас на него смотрела. А он считал, что сможет выдержать ненависть всего мира, как же он тогда был наивен. «Уйди!» — злобно прохрипела она. «Я не хочу тебя больше видеть!» После этих слов она окончательно опустила ткань его накидки. «Просто поверь, оно того не стоит!» Все, что сказал Учиха, прежде чем уйти. Девушка просто стояла и смотрела в окно за другими жителями этой деревни. Кто-то с семьей гуляли мимо прилавков. Кто-то, идя парой, обсуждал, что купить на ужин, рассматривая разные продукты, на тех же прилавках. А кто-то неспешно шел с миссией, домой обсуждая ее результаты. Она все прокручивала слово соски в голове в попытках понять, что дальше. «Мне здесь не нравится». Казалось, сказала она сама себе, но через отражение ее не было упущено, что в палате она уже одна. Хм. Больница и не должна, тебе нравится. Ответила блондинка. Ведь люди стараются сделать все, чтобы сюда не попадать. Вы не поняли. Мне не нравится эта деревня. Такого пояснения Хакаги явно не ожидала и для нее, как для лидера, это был удар по самолюбию. Но она помнила, что девушке нужен покой, и что же тебя здесь не устраивает? Сдержанно процедила она, присев на кровать. То, что вам и остальным нациям плевать на людей, рожденных вне ваших деревень. Что? Как ты можешь так смело об этом судить? Все же сдержанность никогда не была сильной стороной этой Синджу. Сакура обернулась на нее с весьма надменным лицом. Поверьте, я точно это знаю. В эту деревню может прийти жить любой желающий, Конечно, если он не преступник. Поспешно добавила она. А кто навешивает на беспризорников подобные ярлыки? Перед глазами девушки стоял образ Ринва. Она отвернулась, чтобы Шиноби не смогла прочитать в ее глазах злость. Или даже не так. Как выжить ради из маленького поселения, не переступая ваши законы? Много работать. Но в этот раз ее уверенность дрогнула, и Сакура прекрасно заметила это вы не хуже меня знаете, что это не работает. Цунади действительно задумалась об этом. Нет, она, разумеется, знала об этом ранее, но эта проблема пылилась где-то в глубинах ее памяти. Каги молча встала и покинула девушку, а Харуна так и осталась смотреть в окно. Как и было уговорено, родители пришли за Сакурой после выписки. Но ни улиц, по которым они шли, ни дом, и даже родную комнату зеленоглазая так и не вспомнила. Чита Харуна решили не тревожить девушку лишний раз и дать ей привыкнуть. К тому же Цунади настоятельно рекомендовала обеспечить девушке спокойную жизнь, хотя бы на пару недель. Как бывало Шиноби, она понимала, что такие перемены в девушке были вызваны явно не из-за лучшей жизни. Сакура старалась принять тот факт, что это ее семья. Она очень много в чем шла на уступки. Без пререканий помогала по дому, а через время и вовсе взяла на себя большую часть обязанностей но и своим привычкам она не изменяла. Тренировки, чтение, саморазвитие и достаточно много практики в отработке боевых приемов. Вот только зеленоглазая совсем не шла на контакт. Говорила малая по существу, что дома, что вне его. На совместные тренировки с ней можно было и вовсе не рассчитывать. Она все так же держалась по от остальных и это разграничение на ее, якобы, преступницы и их официалов никуда не делось. Лучше бы она была наглой, неряшливой, все время перечила мне и была бы вечно недовольной. Чем? Она больше не смогла сдерживаться и заплакала пуще прежнего. Ей было так больно видеть свою малышку такой. Отстраненной. Чужой. Материнское сердце разрывалось от боли. Ее муж нежно поглаживал женщину по спине, стараясь успокоить. Через что прошла их девочка, чтобы так измениться? И почему никак не вспомнит их? Сакуре и самой было неприятно видеть, что эти двое страдают из-за нее. Она хотела бы их как-то успокоить, но зеленоглазая просто не знала, что ей сказать им. «Я схожу в магазин». Обываясь, оповестила она, после чего выскользнула за дверь. Покупки давно были сделаны, но Харуна не торопилась возвращаться домой. Сидя на лавочке, она думала, что же ей со всем этим делать. Сакура. Брюнет не ожидал ее тут встретить. Да еще и одну. Девушка не отреагировала, и тогда парень коснулся ее плеча. А розовые волосы подняла свои глаза лишь, когда парень замаячил перед ее глазами. Она больше не испытывала к нему той злости и даже местами была согласна с ним. Не можешь привыкнуть к своему и меня. Хоть это и был вопрос, Саски бы не был против, если бы он остался без ответа. Он посмотрел на лавочку. Сакура подвинулась, чтобы Шиноби присел. Да твердо проговорила она учиха взглянул на пакеты почему не идешь домой тебя там ждут в его голосе прослеживалось легкое удивление сакура обняла себя она все время плачет думает что я не вижу этого да я отец тоже смотрит с грустью им больно но я ничего не могу с этим поделать она начала поглаживать себя будто бы замерзла вот только от такого холода так просто не избавиться я просто не знаю. Я не помню их, а помню эти места. Я не помню ничего из того, что было раньше. И врачи говорят, что маловероятно, что память вернется. Она. Мама говорит, что я изменилась. Что я была раньше другой. Харуна тяжело вздохнула. Извини. Вот только за что конкретно Саски сейчас извиняется. За шрам. Или за то, кем стал после этого. Или за то, что он хотел уничтожить ее родителей вместе со всей деревней? Так за что же? Кунаичи, не понимая, посмотрела на него. Хоть ты и не помнишь, но ты спасла мне жизнь и тогда же получила этот шрам. Он показал, где тот находится на своей одежде. Да. Но почему ты за это извиняешься? Мог бы просто поблагодарить. На тот момент мы с Наруто были сильнее тебя, и я самоуверенно подумал, что мы сможем тебя спасти, тем самым подставив тебя в опасную ситуацию. Его объяснения были очень размыты, девушке было сложно понять, про что он говорит. Но мы проиграли, и именно ты, по итогу, спасла меня тогда. Спасибо, Сакура. Он коснулся пальцами ее лба. Его поступок казался странным, непонятным, но еще более непонятны были чувства, что тогда испытала медик. Ей было приятно, но в то же время это и смутило ее. Девушка не понимала почему, но именно с Саски ей было общаться проще всего. Может, все дело было в том, что он тоже числился как преступник? Хотя он был им на самом деле. Она еще помнит о рыжей девушке по имени Карина и о том, как он с ней обошелся. Но сейчас Учиха был будто бы другим человеком. За этими мыслями она и сама не заметила, как вернулась назад. Постепенно зеленоглазая начала свыкаться с мыслью, что теперь она шинобилиста, у которой дома ждет ее семья. Не то чтобы ей было просто принять это, но и продолжать гнуть свою линию уже не было смысла. Она видела, как живут официалы, о чем думают, что говорят и как поступают. Как оказалось, достаточно многие шиноби были из местных, но были и те, кто был родом из Глуши, и вторые девушку интересовали куда больше. Сакура смогла выяснить, что слова Хакаги не пустой звук. Люди просто пришли в деревню и начали усердно работать и их никто здесь не принижал. Кто-то сделал это в весьма сознательном возрасте. Кто-то еще будучи ребенком. Но итог был один, чем усерднее работаешь, тем больше вы добьешься. Она поняла, что в этом вопросе она ошибалась. Кроме того помимо Шиноби в деревне проживало немало ремесленников. И кого тут только не было, а главное, каждый смог найти здесь место для себя. Это наблюдение немного расположило девушку обдумать, а так ли плохи скрытой деревни. Во всяком случае она бы могла попробовать занять свою нишу. Мама. Женщина обернулась и посмотрела на дочку, но все так же продолжая мешать овощи на сковороде. Да. Что такое, Сакура? То с какой скромностью ее позвали, и умилила, и дала понять, что девушка что-то хочет. Наконец-то наконец-то она начала идти на контакт. Я хотела пойти работать в больницу. Что ты думаешь об этом? Она не знала, как ее мать отреагирует на подобную просьбу. И Хизаши слышали, что их девочку весьма искусный медик. Она могла бы спасать чужие жизни. А ты действительно хочешь этого? В разговор ввязался глава семейства. Кунаичей кивнула. Я думаю, с этим вопросом лучше подойти напрямую к пятой. Мибуки понимала, что если Сакура хотела бы, она уже давно все сама сделала. Но теперь она начала считаться с их мнением, а их обязанность как родители ее поддержать. «Давай завтра сходим к ней вместе?» «Хорошо. Спасибо». Она улыбнулась. Доброй светлой улыбкой, а не фальшивкой, как раньше. «Работать в больнице?» Радостно спросила Шизуни. Он сразу посмотрел на наставницу, ожидая, что та одобрит. Сунди посмотрела на брюнетку серьезным взглядом. Давно она не видела ее такой воодушевленной и довольной. Будь, по-твоему. Но сначала я хотела бы самолично убедиться в твоих способностях. Уж очень ей было любопытно увидеть, чему научилась девушка вне деревни. И кто знает, может она все же сможет ее еще чему-нибудь научить. Разумеется, девушка согласилась. Еще бы. В себе она точно не сомневалась, уж что что, а с проверкой она точно справится. Завтра жду тебя у главных ворот больницы. Отдала приказ пятая. Читахаруна Харуна покинула ее кабинет. Я рад, что все прошло удачно. Улыбнулся Кизаши, когда увидел их. Ты что, подслушивал? Мибуки схватила его за ухо. Это же кабинет Хакаги. Сакура уже начала понимать, когда родитель дурачится, а когда между мне серьезная ссора. Ладно, неважно. Она отпустила мужа и поторопилась к выходу резиденции. Ее семья поспешила за ней. Сегодня хозяйка семьи решила побаловать своих домочадцев. Хоть это было и хлопотно, но она приготовила их любимое блюдо. «Давай я тебе помогу». Сакуре было неудобно сваливать все на нее одну. «Нет-нет. Иди, готовься. Завтра важный день». Женщина буквально вытолкнула дочь из кухни, а то ничего не оставалось, как починиться. Ммм. Как же вкусно. Кажется, Кизаши снова влюбился в свою жену. Уж что-то, а его вкусах она знала, как никто другой. Кунаичи также приступила к трапезе. Потрясающе. Я не думала, что еда может быть настолько вкусной. Как же давно она мечтала, чтобы ее семья смогла вот так вот просто вместе поужинать. Сердце женщины наполнилось теплым, а глаза засияли от счастья. Единственное, чего Мейбуки опасалась, что это только сон. Вдруг она сейчас проснется, всего этого не будет. Она невольно, пока на нее не смотрит, ущипнула себя за руку. Сильно. Чтобы наверняка. Нет, это не сон. Она со спокойствием тоже начала есть. Розовая и без труда смогла определить диагноз и подобрать лечение. Хорошо, что пациент не знал, что он стал чьим-то экзаменом. Место твое. И кстати этот мужчина будет твоим пациентом. Подвела итог Синджу. Поняла. Она кивнула. Работа в больнице оказалась не такой хлопотной, как показалось Харуна на первый взгляд. У нее даже были выходные, а то в каких условиях она работала, было просто не сравнить с прошлыми. И редкие препараты, и инструменты, и вспомогательная техника. А сами операционные. Большие, чистые, светлые. Конечно, ей нравилось, но... Когда Сакура ловила себя на этой радости, она чувствовала, что предает тех, кто был с ней там. И в такие моменты ее настроение моментально портилось. Она подвела их. Бросила. Просто сбежала и теперь наслаждается новой жизнью. Имеет ли она на это право? Хотя, с другой стороны, что она могла тогда сделать? Как она могла тогда им помочь? Если бы у нее и у ребят было бы больше сил, и они были бы целы? Какой смысл теперь думать, а если их больше нет? А те, кто в этом повинен, уже получили заслуженную кару, хоть и не от ее рук. Все же это неправильно постаралась поставить точку этим мыслям, хотя бы на этот раз она. На улице вечерела. Сакура неторопливо шла домой, стараясь припомнить, что ей нужно в магазине. Завтра ее ждал выходной, вот только чем ей занять в свободное время. Боев больше нет. А чужим лечением она теперь занимается по графику. Остаться дома и там что-то поделать? А что? Дома был порядок и чистота. Еда приготовлена, стирки тоже нет. Значит, дома делать нечего. Да и сидеть там просто без дела не хотелось. А куда идти? Только сейчас девушка поняла, что ей одиноко. Что ей сильно не хватает банального общения с кем-то, кто бы знал ее. Знал ее другую, а не ту, девочку, о которой все говорят. Хотя это ее вина, что ее пока никто новый не знает. Сама же к себе никого не подпускает. Никого? Перед девушкой появился облик учихи, Интересно, он завтра занят. От чугато на ее лице появился легкий румянец, а уголки рта сами поднялись вверх. За эти несколько месяцев Зеленоглазая уже изучила местность и знала кто, где из ниндзя живет. Сакура. Девушка обернулась на зов. Это был Сай. Парень был один из немногих, о ком она пока ничего толком не знала. Парень подошел к ней. «Добрый вечер. Ты только с миссией». Она поняла это по его форме. В обычной жизни он предпочитал более простую одежду. «Да. Давай я тебя провожу?» — предложил он. «Мы же теперь из одной команды». Кунаича просто кивнула, и они продолжили путь к ее дому. Сложное было задание. Спросила она, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Нет. Обычные задания по доставке документов». В разговоре начало ощущаться напряжение. Хоть они из одной команды, но уж больно официально себя вели друг с другом. Сакура в такие моменты вспоминала восьмую команду. Вот уж где все совсем не так. Но медик понимала, что за таким отношением стоят годы и самые различные ситуации. Ей это все еще только предстоит. Я слышал, у тебя началась практика врача. Да. Пока мне не доверяют сложных пациентов, но думаю, это вопрос времени. Я тоже так думаю. На войне то себе зарекомендовала как специалист своего дела. Конечно, девушке было приятно все это слушать, вот только его улыбка. Словно не настоящая какая-то. Но они уже скоро придут. Слушай, а почему ты все время улыбаешься? Она остановилась. Складывается ощущение, что ты заставляешь себя. Его немного удивило, что она спросила об этом сейчас. Хотя в целом он ждал чего-то такого. Э, ммм. -э. Понимаешь. Знаешь, это не просто объяснить. Достаточно долгое время мои эмоции были запечатаны. А теперь, когда печати нет, я учусь правильно демонстрировать их. Пояснил он уже без улыбки. Но я, правда, рад тебя видеть. Поспешно добавил он. Харуна же была готова провалиться сквозь землю. Ей стало так неловко, что она его об этом спросила. Извини. Я не знала. Скованно проговорила она, глядя куда-то в ноги. Все в порядке? рано или поздно это все равно произошло и хорошо, что в такой непринужденной ситуации. Саю вполне себе удалось успокоить ее. Тогда позволь дать совет. Когда ты встречаешь кого-то, кого рад видеть, не обязательно так сильно улыбаться. Сай быстро достал блокнот и начал конспектировать. Что ты делаешь? Неважно. Так вот. Достаточно просто слегка улыбнуться, а потом спокойно общаться. Не надо все время держать улыбку насильно. Это должно происходить само по себе. Вот оно что. В какой-то момент Брюник перестал записывать, понимая, что это не нужно. Он понял, что она имела в виду. Вот мы и пришли. Спасибо, что проводил. Она подошла к своим дверям. Она улыбнулась, и Сай понял, что именно новоиспеченная напарница имела в виду. Теперь у него было много пищи для размышлений. Увидимся. Парень пошел дальше. Надо же! И такое бывает и у нее теперь было над чем подумать. В свой выходной Кунаичи встала на удивление поздно для собственной мерк. Уже семь часов. Сонно проговорила она сама себе. Почему-то сейчас она не грызла себя за это, как это бы было раньше. Когда она спустилась вниз, она поняла, что все еще спят. Ее губа немного приподнялась. Так привычно было наслаждаться тишиной, в ожидании пока остальные проснутся. Она пошла к холодильнику. За приготовлением завтрака юная харуна предусмотрительно делала еды на всех. Первой к ней на кухне вышла мама. Доброе утро! О чем пахнет? Мебуки была очень забавной, когда была сонной. Доброе! Скоро все будет готово. Радостно проговорила она, пока переворачивала хлеб. Сакура уже не помнит, когда в последний раз готовилась с такой охотой. Женщина улыбнулась и вышла в сторону ванны. По на обуви зеленоглазая поняла, что и отец пошел туда же. А значит все уже встали. «Доброе утро!» Громко поздоровалась она и с ним. «Оха!» Более-менее бодро донеслось до нее. Это утро оказалось необычным, но очень важным для нее она почувствовала себя впервые дома. Не разумом, а душой. Чита Харуна собралась за столом. Завтрак шел на хорошем ладу. Мибуки поделилась последними новостями от соседей и немного посплетничала, в чем муж ее немного поддержал. Сакуре это не совсем нравилось, но сейчас она уже понимала, что чего-то плохого в этом нет. К тому же Русла не имела привычки поливать Кагато грязью безосновательно. Просто она такой человек. С улыбкой подытожила Кунаичи. Потом уже Сакура начала рассказывать про свою работу и разные инциденты, которых на удивление было уже немало. Утро нормальной семьи. И все как у всех. Завтрак закончился, и девушка решила, чем ей заняться. Она еще ни разу не была в местной библиотеке. Вот уж где можно было найти для себя кое-что интересное. Она собралась, предупредила семью и пошла, совсем забыв о вчерашней задумке. Кунаичи занималась различными науками о медицине и ядах. Много читала и что-то занятное записывала к себе. В какой момент, во время чтения внезапно осенило. Хотя нет, она вспомнила о наследии, что унаследовала от Скорпиона Красных Песков. Как я могла об этом забыть? Изумлялась она себе же. Еще бы. С таким круговоротом событий было не мудрено забыть о чем угодно. Медик достала карту мира. Она и сама не заметила, как наступил вечер. Ее желудок издал недовольное урчание, конечно, она так ведь и крошки с завтрака ему не дала. Сакура, Учха был приятно удивлен ее встреч. «Саски!» — повторила она в тон ему, когда вышла на улицу. Наступила неловкая тишина. «Ты домой?» «Да». Засиделась за литературой. Учху улыбнулся уголком рта. Он и сам одно время часто бывал здесь и мог забыть обо всем. «Как твои дела на новой должности?» «Справляешься?» вроде сухо проговорил он, только от нее не утаился его немного игривый и заинтересованный взгляд. «Разумеется!» — твердо проговорила она. «Я способна справляться с намного большим объемом работы, чем сейчас». Обычно он бы принял такое высказывание как обычное хвастовство, но не из ее уст. Он знал, на что она способна. «Тебе стоит набраться терпения. Так значит, ты теперь будешь отвечать за нас?» Этот, казалось бы, невинный вопрос поставил ее в ступор. Снова отвечать за кого-то. Невольно вспомнилось и то, что бывало за провал этой обязанности. Сакура же просто выкинула прошло из головы. Нет. Она обязательно подумает что об этом, но не сейчас. Ее желудок напомнил о себе, чем вогнал в краску перед юношей. Ты голодна? На его лице также проступил легкий румянец, хоть она этого не видела. Лекарь кивнула здесь недалеко есть одно место, где можно поесть», — предложил тот, хотя сам не был голоден. «Это что, свидание?» Такого вопроса в лоб он совершенно не ожидал. То, с каким удивлением он замер, Сакура решила, что сморозила глупость. «Да я просто шучу». «Шутка». Постаралась поскорее исправить она собственную оплошность. Кажется, последних ее слов он не услышал. «Если хочешь, скованное совсем не свойственно ему, протараторил Саски. Сердце Харуны незамедлительно ускорило темп. Еще чуть-чуть и оно и вовсе выпрыгнет из груди. Пара смогла мило побеседовать в одной из лапшичных, что и впрямь была недалеко. Они смогли прийти к согласию в вопросе, связанном с ее возвращением. Сакура смогла отпустить ту ситуацию и поняла, что действительно лучше. Это было так удивительно, но между ними не было напряжения или скованности. Конечно, порой они ловили себя на мыслях об этом, но разговор ловко уводил их от мыслей об этом. А после, он, как настоящий мужчина, довел ее до дома. Саски часто думал о ней. Корил себя из-за своих планы в прошлом и за то, что решил все за нее в тот раз Такеша. Хоть и с последним он и смог расставить все точки на я, но не для себя. Что он к ней чувствует? Кто на ему? Просто друг, товарищ по команде? Или уже нет? Так что же он к ней чувствует? Похоже, Шиноби проведет еще не одну ночь с этой мыслью. Время пролетело очень быстро, девушка сама не заметила, как отработала уже три месяца. Разумеется, в работе ее быстро ждал рост. Теперь она и сама оперировала и следила за больными после операции и до самой выписки. То, какое применение она нашла ядом и как использовала, не осталось без внимания, что у Шизуне, что у Цунеди. Но было кое-что, что не давало покоя обеим медикам. То с какой жестокостью и холодом она относилась к своим подопечным. Да. Порой это было необходимо, но далеко не всегда. Но стоило девушке покинуть стены больницы, как будто в ее душе наступала оттепель. Она заметно стала общительнее, чаще улыбаться, и порой сама была инициатором встреч. Я думаю, со временем она сможет также относиться к больным. С надеждой предположила брюнетка. Цунди, как и она, наблюдали за девушкой через окна. Та встретилась с другими Кунаичи после доклада, и они вместе пошли вглубь поселения. Быть может, на выдохе ответила блондинка, но верилась ей в это с трудом. Работа метком достаточно сильно напоминала девушке о былой жизни и о тех, кого с ней уже нет. И пятая прекрасно видела это. Она сильная. И справиться с этим. А если нет, то мы все здесь. Заверила ее ученица. Очередная рабочая смена. Все, как всегда: Обход, опрос, сбор информации и различные назначения, а после долгая муторной бюрократии. Ох, как Сакура ее ненавидела! Она не хотела выходить только из-за нее. Сакура-сан! Вам вызывают в резиденцию! сообщил ей один из санитаров. Она удивленно подняла на него глаза. Хорошо! кинула она. С одной стороны, это было ее отсрочкой от дурацких бумажек. Но с другой, с другой она совершенно не знала, зачем ее туда зовут. Возможно ли, что хакаги недовольны ее работой? Чем ближе была дверь, разделяющаяся куру с Цунади, тем сильнее она переживала. Почему? Почему она так переживает из-за встречи с начальством? Раньше никогда такого не было. Встречи с Рым, даже когда она действительно была повинная, не вызывали у нее такой бури в душе. Не путали мысли в ее разуме. Не заставляли сердце трепетать от страха перед неизвестностью. Она постучала. «Зайдите!» Весьма будничным тоном проговорили с той стороны. Кабинет Каги сегодня был люден. Команда номер семь не совсем в полном сборе. Вы заняты. Я тогда подожду снаружи. Зеленоглазая планировала покинуть комнату. «Нет, нет, Сакура. Это касается и тебя. Я хочу дать вам миссию». Синджу медленно обвела все взглядом. Речь идет о миссии в ранга, но заказчик готов заплатить как за ранг. «И в чем же заключается миссия?» — настороженно спросил Наруто. «Уже достаточно длительное, как выяснилось, время, с разных концов пропадают дети 13-14 лет. Местные, надеялись, что смогут сами уладить это, и как вы понимаете, у них не вышло. Глава страны обратился к нам за помощью. Пятая пристально посмотрела на Харуна. На этом задании вероятнее всего будет необходим хороший медик. Лучше нужно следить за своими спиногрызами. Ядовито брызнула она в ответ. Не нам их судить. Строго парировала та. Я же могу отказаться. У меня сейчас есть несколько тяжело больных, за которыми нужен внимательный присмотр. К тому же где Сай? И Кукаши. Девушке не шибко сильно хотелось возвращаться во тьму этого мира. Она только-только начала привыкать к нормальной жизни. Кукаши, Сай и Емата сейчас задействованы на других заданиях. И даже если бы были здесь, у них нет нужных от тебя навыков. Одна из Санинов не думала, что ей придется уговаривать девушку. Лидер страны Волн настоял на наличии врача в команде. Глава деревни, наконец, указала на местонахождение миссии. Странно, ум. Девушка едва заметно улыбнулась. Похоже, у меня нет выбора, так? Когда отбытие? Присутствующие удивились тому, насколько быстро она изменила решение. Но что Саски, что Наруто, поняли, что все дело вместе, а не в самой миссии. Как можно скорей? Троица поспешила на сборы. Что ты задумала, Сакурачин? Сразу поинтересовался блондин, как они оказались на улице. А разве мне есть смысл что-то замышлять? Врач понимала, что так не убедит напарника, но ей было на это все равно. Скоро она получит нечто интересное. Кто знает, что это будет? Новые рецепты ядов? Или какие интересные техники? Хотя не важно, чем это будет. Главное то, что в деревне нет ничего подобного. Мы должны понимать, что у тебя на уме, чтобы быть эффективными. Саски смотрел на нее с легким недоверием. На чьей ты стороне? Наигранно возмутилась она. Сейчас девушка поймала себя на чувстве, что балансирует между собственными интересами и симпатией к юноше. И она не до конца понимала, что ей все же выбрать. Это не шутки. Речь идет о жизнях детей. Вспылил Наруто. Я знаю. Безразлично ответила она, направляясь к своему дому. Пока нашла домой, в голову пришла идея, как просто и легко получить и тайник и саски. Шиноби уже несколько часов были в пути. Лишь звуки скрипа веток под тяжестью ребят разбивали тишину. Атмосфера в команде была явно напряженной. Саски и Сакуру эта тишина вполне устраивала, а вот Наруто ему было крайне тяжело. Это была их первая совместная миссия спустя столько лет, а он даже не знал, что ему сказать. Чтобы понять, для чего похитили эту мелюзгу, нужно узнать, кто заказчик. Ребята перевели на нее взгляд. Интересно, это Саймон? Или же Фэй? Парни очень внимательно прислушались к ее бормотанию вслух. Она впервые приоткрыла дверь к своему прошлому. Прошлом без них. А в чем разница? Ейфтон вопросил Наруто, тихо-тихо. В этом для чего их крадут, мой маленький наивный блондин. Она не отказала в себе удовольствия и разлохмать эти без того торчащие в разные стороны волосы парня. Одному они нужны как товар, а другому как оружие. Товар? Наруто заметно побледнел. Оружие. Саски же спокойнее отреагировал на пояснение. Он был немного знаком с той частью темного мира. Спасибо, Арачимару. Так что найдем заказчика, найдем мелюзгу. Ты знаешь, где их искать? Уточняет Учха понимая, что у нее все козыри на руках, и знает она, куда больше, чем делает вид. Возможно. С улыбкой ушло, бросила та. Ох, как же ей было приятно, что такие сильные и опытные Шиноби внимают каждому ее слову. Это очень лилило ее эго. Мы уже недалеко. Нужно осмотреться. Девушка нарочно приземлилась позади ребят. Они же принялись осматриваться на предмет ловушек. Сакура ловко воспользовалась моментом и кинула в обоих по отравленной игле прямо сонную артерию. Ча. То. Все, что смог выдать из себя узумки, прежде чем, как и Саске, свалиться на землю. Хих. Нельзя доверять детям взрослую работу. Но голубоглазый уже не слышал ее. Люди Саймона достаточно быстро окружили их. Но Сакуру это особо не волновало. Свяжите их покрепче. Они очень сильны. — скомандовала девушка. И ее послушались. От сама она с важным видом пошагала к входу. «Дорогая! Какой сюрприз!» Лидер лично вышел ее встречать. Я наслышал на случившемся. Мне так жаль. Хоть мы с Рэм не были друзьями, но такого конца, я бы ему не пожелал. Зеленоглазая позволила себя обнять. А после они прошли вглубь небольшого особняка. Никто не застрахован от предательства. Главное, что теперь никто не посмеет поступить так же. Разумеется, он все так же приобнимал ее за талию. Значит, ты теперь занимаешься этим? Ох, уж этот его обольстительный тон. Хотя Сакура прекрасно понимала, чего он от нее хочет. Да. Раз таки шепочил эту грешную землю, Ниша освободилась. Такой прекрасный самородок не должен заниматься такой грязью. Ты достойна большего. Кореглазый блондин ловко обошел ее, и, положив обе руки по ее плечам, продолжил. «Такая богиня, что выросла из обычной смертной, должна купаться в любви и всех благах. Что не говори, а благ Саймона было предостаточно, но любви? Любви в этом царстве грязи пыток полного беззакония? Вот уж вряд ли. Не быть у него его денег его уже давным-давно убили бы. Но Харуна сделала вид, что пыльщина. Поговорим о делах, мой лев». Ох, и откуда она только умеет так водить мужчин за нос? Тем временем плики пришли в себя прежде, чем их кинули в камеру. Для парней разобраться с такими хлюпиками не оказалось большой проблемой. Скрыв оглушенных врагов с виду, молодые люди начали тайно пробираться к напарнице. Можно! Лениво протянул он, продолжая разговор. В его руке был бокал с вином, что он неустранно взбалтывал, а после наблюдал за водоворотом внутри. Они уже находились в его собственной комнате, где хозяин, проявив гостеприимство, предложил даме вина. Но сначала я хотел бы спросить. До меня дошли разного рода слухи, что ты теперь на Белиста. Это так. Мужчина поднял свои карие глаза. В них читалось сомнение. Хм. Ну, конечно, это правда. То, с каким спокойствием ответила она, поразило его. Она буквально только что призналась в предательстве, Ситуация приняла щепетильный окрас. Как еще, по-твоему, я должна была добраться до тех двоих? Она поставила свой напиток на стеклянную столешницу и легкой походкой, словно кошка, подошла к хозяину дома. Ее руки ловко и нежно обхватили шею блондина. Чтобы усыпить их бдительность и втереть в их дави, я хорошо сыграла свою роль. Медленно шептала она ему прямо на ушко. Ее шепот заметно снял напряжение, что было между ними. Он расслабился. Так что? Я все еще под подозрением? Сладко протянула врач. Нет. Не думаю. Твердо проговорил он. Его с невероятной силой потянуло увлечь ее в поцелуй, но он столкнулся с ее пальцем на своих губах. У меня тоже есть вопрос. С улыбкой проговорила она, как бы ставя условия. Ну что? недовольная теряя терпение, буркнул он в банановой республике именуемой страной Вум, кто делает мою работу. Я хотела бы знать кто. Жалостно произнесла она, с дельно расстроенным видом. Не обращай на это внимания. И новая попытка воссоединиться с ее сладкими губами, и новый отказ с ее стороны. И все же. Настояла она. Обычная благотворительность. Эти дети сидели в без работы и надежд, а я дал им все это. Ох, как же он сейчас был горд собой. Будь павлином, точно бы распушил хвост. Ты такой благородный, мой лев. р р р р, -р. Четко за дверью послышался взрыв. Наруто и Саски нашли их. На подтянулась и стражей между шинами развязал себе бой. Саймона ухватил Кунаичи и потащил за собой. А та прекрасно делала вид, что не понимает, как все так вышло. Прибейте их. Чтоб неповадно было вламываться в чужие дела, у одной из дальних стен повелел блондин. В стене образовался проход, и мужчина уволок девушку в него за собой. Стена снова стала цельной. Саймон с невиданной злостью посмотрел Кунаичи и даже не заметил, как та воткнула иглу в его шею. Пару секунд он падает. Девушка потратила секунды, смотря на него с непроницаемым холодом, убеждаясь, что он уже не встанет. После поспешно покинула сначала его, а потом и поместье в целом. Тайник. Вот чем были заняты ее думы. Нужно найти его как можно скорее. Шиноби быстро разделались с врагами и уже принялись штурмовать стену. Та ни в какую не поддавалась их атаками. Черт! Если бы не замкнутое пространство! Злился блондин. Мы не знаем, сколько тут пленников. Возможно, их держат в подвале, и если мы перестараемся, обрушим здание на них. Постарался умерить пыл Джинчирики Брюнет. Только через 10 минут беспрерывной бомбардировки стены сдалась им на милость. Это. Наруто первым наткнулся на Саймона. Саски проверил наличие пульса. Он мертв. Перед парнями встал вопрос, где Сакура. Они побежали далее по узкому и темному коридору. Наконец-то. Что так долго? Недовольно вопросила девушка. Почему ты не дождь? Зачем ты убил его? Перебил Саски Наруто. Так вышло. Я думала этот проход выведет меня к похищенным, но он ведет на улицу. Так это он стоял за похищениями. Изумился Узумаки. И все же план вышел из-под контроля. Напомнил Саске. Девушка лишь улыбнулась. Не страшно. Главное, что мы знаем, что паршивцы где-то здесь. Все, что нужно, это найти их. И как ты предлагаешь это делать? Саймон мог помочь нам в этом, если бы был жив. Проговорил он уже с укором. «А что такое? Тебя напугало здание с несколькими комнатушками?» С издевкой вопросила она. Медик знала, что он ничего ей на это не ответит. «Раз нет, предлагаю меньше чесать языками и заняться делом». Разделившись, ребята все же нашли пропавших, а после благополучно вернули их домой, а потом вернулись и сами. Сокурачин. Серьезно позвал он девушку, когда остановился. Та обернулась и также была вынуждена остановиться почему ты так недолюбливаешь детей?» Наконец задал он так терзающий его вопрос. «На сегодня миссия окончена. Я думаю, вы лучше меня справитесь с докладом, а мне пора возвращаться в больницу». Очевидно, она не собиралась отвечать на этот вопрос. Хотя бы сейчас. Кунаичи пошла дальше. «Возможно, дело в той девочке, с которой она прибыла на войну», — предположил Саски. Наруто оставалось согласиться с этим предположением и он видел, что рыжая была очень важна для напарницы. Когда Харуна добралась до свитков, то ее ждал неприятный сюрприз. К ним требовалась пара, чтобы информация стала доступной. Весьма умно. Фыркнула она в мыслях, понимая, что ей необходимо посетить второй тайник как можно скорее. Но второй из такой удачной по месту нахождению миссии можно ждать годами. Нужно как-то оправиться туда самой. Просто так меня никто не выпустит. Она бросила взгляд на свои запасы и ее осенила. Можно запросить у Каги прошение на пополнение запасов. Вряд ли она откажет. Так оно и вышло. На удивление зеленоглазой, к ней даже не стали представлять других шиноби. Цунади понимала, что сбор может вызвать серьезное отравление и только у Кунаичи был иммунитет к нему. Поэтому, она решила не рисковать своими людьми, тем более после войны. Неделю дней спустя, Погода в этот март радовала ясным солнцем, высоким небом и теплым. Даже цветение началось чуть раньше, чем обычно. Поэтому ко дню рождения героини, что сакура, дерево, что персиковое дерево уже смогли показать всю свою красоту. Сегодня ей 17. Всего 17, а уже знает, что такое война. Всего 17, а она хорошо знакома с тьмой этого мира. Еще только 17, а она знает через какие ужасы, способен пройти человек, чтобы выжить. Но были и плюсы. Еще только 17, а Харуна уже ставит наравне, а иногда и лучше, с Цунади. Хотя она считала, что как медик, ей еще есть, чему учиться у Санина. Еще только 17, а девушка без проблем может не только постоять за себя, так еще и защитить кого-то другого. Еще только 17, но она уже стала своего рода легендой легендой, что смогла выстоять против самого Мадары. Хотя сама она слышала, что говорят другие. Ой, приукрашивают. Так что, как говорится, с какой стороны посмотреть? У нее сегодня должна была быть ночная смена, но Цунади лично распорядилась об отгуле. В любом случае она не планировала сегодня никуда вставать и просто отоспаться, послав все к чертям. Внизу с раннего утра слышалось какая-то суматоха, но медик не придавала этому значения в полудреме ей просто даже думать об этом не хотелось. А суматоха была не зря. Ее родные и друзья захотели устроить ей сюрприз, прямо с утра. Во всяком случае это не банально. Яманука определенно была права. Мало кто ожидает такого прямо сразу как встанет. Сакура все же встала. Она с неохотой посмотрела на себя в зеркало. Там ее ждали немного запутанные волосы и заспанное лицо. Она в очередной раз потянулась в надежде, что сонливость все же отступит. Не вышло. Накинув халат, Кунаичи еще более лениво открыла собственную дверь. Только сейчас до ее ушей дошло чье-то шиканье. Женский голос просил Кагату вести себя потише и предупреждал, что она идет. Развелось и заметно насторожилась. И куда пропала ее сонливость? «С днем рождения!» Хором прокричало шесть человек. Сакура растерянно посмотрела на присутствующих. Что она должна на это сказать? Что должна? А что? Спасибо. Ладно. Не наседайте на нее так. Дайте себя в порядок привести. Попросила Мибуки. Гости отошли, дав возможность девушке пройти в ванну. Как и сказала ее мама, ей нужно было немного времени на водные процедуры, после которых она вернулась в комнату и переоделась. Родители решили, что в этом году праздновать будут на свежем воздухе, о чем и предупредили гостей. Чуть попозже к празднику подтянулся народ. Все поздравляли именинницу, пожелания сыпались на перебой, как и подарки. Но самый главный ждал ее дома, что она себе сделала сама. На улице давно стемнело и все же гости начали постепенно расходиться. Остались самые стойкие мама и папа. Они были готовы продолжить праздновать и дома, все же медик отговорил их от этой затеи, сославшись на усталость. Родители наконец-то улеглись спать. Кто бы мог подумать, что они затянут так надолго? С одной стороны зеленоглазой было приятно, что семья так заморочилась с праздником, но с другой стороны ей уж больно не терпелось приступить к изучению свитков. В который раз она пожалела, что в ее собственной комнате нет места для стола, если бы не дурацкий здоровенный шкаф. Неважно. Она уселась на кровати. Чтение и сладостное получение тогда угожденной информации и из них вот ее цель. Ничто на свете сейчас этому не помешает. Ничто. Сакура очень довольно улыбнулась. Теперь ей будет, чем заняться в этой скучной деревне.